Виктор Суворов. День М. Когда началась Вторая мировая война. Продолжение книги Ледокол. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. Вольтер. Об истине. Надо говорить и говорить без устали, ибо вокруг нас снова и снова проповедуется ошибочное, и вдобавок не отдельными людьми, а массами. В газетах и энциклопедиях, в школах и университетах ошибочное всегда на поверхности, ему уютно и привольно от того, что на его стороне большинство. Гетте. Предисловие к первому русскому изданию После публикации ледокола в Германии получил три кубометра почты от бывших германских солдат и офицеров. Письма, дневники, фронтовые документы, фотографии. После выхода книги «Ледокол в России» получил еще больше. На повестке дня известный русский вопрос — что делать? Писать ответы? Да хватит ли на это жизни? А вправе ли я не отвечать на эти письма? Ведь здесь не просто долг вежливости. Каждое письмо интересно по-своему, а все вместе — сокровища. Это пласт истории, которые никто не изучал и не пытался изучать. Это тысячи свидетельств, и каждая опровергает официальную версию войны. Быть может, некое научное учреждение имеет более объемные собрания рукописных свидетельств, но убежден, что моя коллекция интересней. Фронтовики, прожив долгую трудную жизнь, стали писать мне вдруг на склоне лет, открывая душу, рассказывать то, что не рассказывали никому, потому что рассказывать было нельзя. Большая часть писем уже не от самих фронтовиков, а от их потомков, детей и внуков. И все сокровенное. Мой отец в кругу своих рассказывал. Потрясает, что все свидетельства, как живых участников войны, так и дошедшие в пересказах близких, не стыкуются с той картиной начала войны, которую нам полвека рисовала официальная историческая наука. Но, может быть, фронтовики и их потомки искажают истину? Такое предположение можно было бы высказать, если бы почты было килограммов сто. От такого пустяка можно было бы по советской привычке и отмахнуться. Но писем очень много. Представляете себе, что означает «много»? И все об одном. Не могли же все их авторы сговориться. Не могли разные авторы тысяч писем из России сговориться с разными авторами тысяч писем из Германии, Польши, Канады, Австралии. Вот характерный пример. Из официальной версии войны мы знали, что когда грянула война, художник Ираклий Таидзе в порыве благородного возмущения изобразил родину-мать, зовущую в бой. Плакат появился в самые первые дни войны, вскоре получил всемирную известность и стал графическим символом войны, которую коммунисты называют Великой Отечественной. А мне пишут, что плакат появился на улицах советских городов не в первые дни войны, а в самый первый. На улицах Ярославля к вечеру 22 июня в Саратове 22 июня во второй половине дня. В Куйбышеве 22 июня этот плакат клеили на стены вагонов воинских эшелонов, которыми была забита железнодорожная станция. В Новосибирске и Хабаровске плакат появился не позднее 23 июня. Самолеты тогда летали со множеством промежуточных посадок, и за сутки до Хабаровска не долетали. Но если предположить, что самолет загрузили плакатами 22 июня, и за ночь он все-таки долетел до Хабаровска, то возникает вопрос, когда же эти плакаты печатали? 22 июня? Допустим. Когда же в этом случае Ираклий Таидзе творил свой шедевр? Как ни крути. До 22 июня. Выходит, творил он не в порыве ярости благородной. Откуда же художник знал о германском нападении, если сам Сталин нападения не ждал? Загадка истории. А вот и отгадка. Письмо из Аргентины. Автор Кадыгров Николай Иванович. Перед войной он старший лейтенант на призывном пункте в Минске. Каждый военкомат и призывной пункт хранил определенное количество секретных мобилизационных документов в опечатанных пакетах с пометкой «Вскрыть в день М». В конце 1940 года таких документов стало поступать все больше, и вот в декабре поступили еще три огромных пакета, каждый о пяти сургучных печатях, тоже предписание «Вскрыть в день М». Пакеты секретные и положено их хранить в сейфе, но вот беда, не помещаются, пришлось заказывать стальной ящик и использовать его вместо сейфа. Прошло шесть месяцев. 22 июня война. Что делать с документами? Молотов по радио сказал, что война началась, но сигнал на вскрытие пакетов не поступил. Вскроешь сам, расстреляют. Сидят офицеры, ждут а сигнала нет и нет. Соответствующий сигнал так и не поступил. Но к вечеру по телефону приказ пакеты с такими-то номерами уничтожить, не вскрывая, а пакеты с такими-то номерами вскрыть. Уничтожалось сразу многое, в том числе и два из трех огромных пакетов. А как их уничтожить, если в каждом по пятьсот листов плотной бумаги? Жгли в металлической бочке, и страховали себя актом. Мы, ниже подписавшиеся, сжигали пакеты, при этом были вынуждены кочергой перемешивать листы. Никто при этом в огонь не заглядывал и подписались. А то возникнут потом, у кого сомнения, не любопытствовали ли содержанием, сжигая, потому и акт, сжигая, не любопытствовали. Но с одного из трех огромных пакетов было приказано гриф секретности снять, пакет вскрыть и содержание использовать по назначению. Вскрыли. Внутри пачка плакатов «Родина, мать зовет». Плакаты расклеили в ночь на 23 июня. Но в военкоматы поступили-то эти плакаты в декабре 1940 года. И вырисовывается вот какая картина. Заготовили плакаты заранее, отпечатали достаточным на всю страну тиражом и в секретных пакетах разослали по соответствующим учреждениям. Что-то затевали. Но 22 июня Гитлер нанес упреждающий удар, и в один момент многие из тех плакатов, мягко говоря, потеряли актуальность. Советскому Союзу пришлось вести оборонительную войну на своей территории, а заготовленные плакаты в двух других пакетах призывали совсем к другой войне. Содержание агитационной продукции не соответствовало духу оборонительной войны, потому приказ уничтожить не вскрывая. Может, то были великие шедевры. Может быть, и они стали бы всемирно знамениты, но художникам их создавшим не повезло. А Ираклию Таидзе повезло. Его плакат, может, и вопреки авторскому замыслу, получился универсальным «Родина, мать зовет». А куда зовет, он ведь не написал. Потому именно этот плакат подошел и к оборонительной войне, поэтому именно этот плакат и приказали расклеить по стране. Так было со всеми символами Великой Отечественной. Их готовили загодя. Песня «Священная война» написана до германского вторжения. Монументальный символ Великой Отечественной, воин-освободитель с ребенком на руках, в эскизе был готов в 1940 году. Сам образ воина-освободителя с ребенком на руках появился в газете «Правда» в сентябре 1939 года, на третий день после начала советского освободительного похода в Польшу. Если бы Гитлер не напал раньше нас, мы все равно стали бы освободителями. Монументальные, графические и музыкальные символы освободительной войны были уже созданы. Некоторые из них, как плакаты таидзы, уже выпускали массовым тиражом. Конечно, мне стандартно возражают, можем ли мы верить офицеру, который попал в плен и после войны по каким-то причинам оказался не на родине мирового пролетариата, а в Аргентине. Что ж, давайте ему не поверим. Но те, кто не были в плену и сразу после войны вернулись на родину мирового пролетариата, рассказывают столь же удивительные истории. После выхода ледокола кремлевские историки во множестве статей пытались опровергнуть факт подготовки Сталином освобождения Европы. Доходило до курьезов. Один литературовед открыл, что слова песни «Священная война» были написаны еще во времена Первой мировой войны. Лебедев-кумач просто украл чужие слова и выдал за свои. Мои критики ухватились за эту публикацию и повторили в печати многократно. Слова были написаны за четверть века до германского нападения. Но разве я с этим спорю? И разве это важно? Сталину в феврале 1941 года потребовалась песня о Великой войне против Германии, и Сталин такую песню заказал. Вот что главное. А уж как исполнители исхитрились сталинский приказ выполнить, перевели с японского или с монгольского, украли или счинили сами, это другой вопрос и отношение к моей книге не имеет. Ответ на него ничего не меняет, ничего не доказывает, ничего не опровергает, да и не о лебедево кумаче речь. Сталину нужна была песня, воодушевляющая на подвиги музыкальное произведение — Поэтому Сталин в феврале ставил задачу не перед поэтом Лебедевым Кумачом, а перед композитором Александром Васильевичем Александровым. В письмах, которые я получил, есть свидетельство о том, что не один Александров писал песню о войне, и не только композиторы и поэты к освободительной войне готовились, но и врачи, учителя, певцы, танцоры, акробаты, фокусники. Поразительно, но официальная пресса открыто говорит о том же. Вот свидетельство Константина Симонова в газете «Красная звезда» от 7 ноября 1992 года. Симонов, любимец Сталина, Хрущева, Брежнева, герой, кавалер восьми орденов, лауреат шести сталинских премий, во времена Сталина кандидат в члены ЦК, он свидетельствует, что летом 1940 года собрали гражданских писателей и начали готовить к войне. Сам Константин Симонов был во взводе поэтов роты писателей. Год готовили, а 15 июня 1941 года присвоили воинские звания Симонову интенданта второго ранга, что соответствовало подполковнику. Толпа на улице в те дни не могла понять смысл сообщения ТАСС от 13 июня, а советские писатели и поэты в это время уже примеряли офицерскую форму, уже обували кожаные сапоги. Симонов продолжает. 22 июня началась война, а на нас уже были заготовлены предписания, кому, куда, от центральных газет до дивизионных. Каждая из 303 сталинских дивизий имела свою дивизионную газету. Если в редакцию каждой дивизионной газеты по одному писателю отправить, то сколько же их подготовили? И в корпусные газеты прозаики поэты требовались, и в армейские, флотские, окружные, фронтовые. В академии игру меня учили. Обращай внимание на мелкие подробности, на да мельчайшие. Только из них можно сложить четкое и объективное представление о происходящем. С благодарностью следую советам моих учителей. Обращаю внимание на подробности. А подробности вопиющие. Званиями воинскими Сталин не бросался. Военные летчики в те времена служили в сержантских званиях, командиры звеньев и даже заместители командиров эскадрилий сержанты. Офицерские звания начинались с должности командира эскадрильи. А тут гражданский человек Константин Симонов, писатель, в армии не служил, 25 лет от труду, год подготовки и первичное звание, равное подполковнику. А ведь это серьезно. Укладывали чемоданы и сверяли фронтовые предписания, полковой комиссар Михаил Шолохов, подполковник Александр Твардовский, батальонный комиссар Алексей Сурков, бригадный комиссар Александр Фадеев, интендант третьего ранга Леонид Первомайский, бригадный комиссар Всеволод Вишневский и весь союз писателей почти в полном составе, исключение только для неспособных носить оружие. Представьте себя советским разведчиком-аналитиком. На стол положили совсем пустяковые сообщения. Гитлер в 1940 году собрал всех германских писателей. Год их гоняли по стрельбищам, полигонам. Теперь им присвоили звание до генералов и готовят к отправке на советскую границу. Отправка тайная, с элементами маскарада. Некоторых из них выдают за интендантов, специалистов по снабжению с сапогами и шинельми. Как бы вы Советские разведчики, аналитик отреагировали на такое сообщение. Что бы вы доложили своему начальству? Но в Германии ничего подобного не происходило. Происходило все это в Советском Союзе. И если подобные сведения доходили до германской разведки, то как, по-вашему, она должна была реагировать? Что докладывает своему командованию? С одной стороны, успокаивающие сообщения ТАСС, с другой После упреждающего удара Гитлера необходимость маскарада отпала, и всем писателям интендантские звания поменяли на стандартные армейские. Но была же причина, по которой перед войной весь этот маскарад затевался. Еще вопрос, если бы Гитлер не напал, то что намеревался делать Сталин со своими писателями? Позволил бы покрасоваться в офицерской форме год-другой, а потом отнял бы офицерские звания и вернул в Москву? Или как? Летом 1939 года тот же Константин Симонов был военным корреспондентом в армейской группе Жукова на Халхинголе. Тогда он вполне обходился без военной подготовки и без офицерского звания, а летом 1940 года зачем-то потребовалось начать массовую подготовку к войне журналистов и писателей. Летом 1940 года плана Барбаросса у Гитлера не было, а у товарища Сталина план уже был. Наши прозаики и поэты на самую малость опоздали. Курс военной подготовки завершили, звания получили, прошли распределение по фронтам, армиям, корпусам, дивизиям, чемоданы уложили, и вот уже должны были разъехаться по своим фронтовым редакциям. А тут Гитлер напал. В момент последних приготовлений Гитлер застал не только Константина Симонова с собратьями в Перу, но и всю Красную армию на погрузке в пути на разгрузке. У Сталина все было продумано и подготовлено к вторжению, все, вплоть до победных плакатов и фронтовых редакций, готовых воспеть великий подвиг советского народа на полях победоносных сражений. Если мы не верим бывшему офицеру из Аргентины, так давайте верить красной звезде и герою, лауреату, кавалеру, интенданту. Письма, которые я получаю от своих читателей, не мое достояние, эти письма свидетельства, наша память, наша история, наше прошлое, а значит и наше будущее. Поэтому обещаю, письма о войне опубликую. Не знаю, когда и сколько тому, но знаю, что это будет самое интересное из того, что о войне написано. Всех, кому пока не ответил лично, прошу простить. Прошу учесть ситуацию, в которой я оказался. Всем, кто мне написал, благодарен. Были письма ругательные. Их авторам я более всего и благодарен. Каждый из нас допускает ошибки. Каждый грешен. С вашей помощью хочу ошибки исправить. С вашей помощью хочу отшлифовать свои книги так, чтобы их смысл был понятен каждому. Любую критику в письмах и в прессе не просто читаю, а скрупулезно изучаю. За один год собрал более трехсот рецензий на ледокол. Иногда это целые погромные страницы. Порой даже хотел загрызнуться. Но Гру приучил к смирению. Уважай противника. Старайся понять его доводы. Старайся извлечь пользу даже из гнева своих врагов. И я стараюсь. Всем, кто писал разгромные и похвальные рецензии, обещаю, когда-нибудь выпущу целую книгу с подробными ответами на критику и постараюсь детально ответить на все поставленные вопросы. Все мы делаем одно дело. Все мы пытаемся понять наше прошлое, хотя и с разных позиций, поэтому прошу, пишите. Знаю ваш вопрос. Мил человек, куда? Отвечаю. Есть в России храбрый и честный издатель Сергей Леонидович Дубов, АО все для вас, Москва. Ледокол был завершен в 1981 году. Время шло, появлялись новые сведения. Книгу я исправлял, дополнял, а опубликовать на русском языке никак не мог. Ледокол ходил по редакции Москвы и Питера четыре года, по всем зарубежным русским издательствам двенадцать лет. С 1985 года глава из Ледокола публиковала газета ⁇ Русская мысль ⁇ Но как издать на русском языке отдельную книгу? Кто на такое решится? В России решился только Сергей Дубов. Благодарю всех, кто прочитал Ледокол. День М. и ждет третью завершающую книгу. Виктор Суворов. 13 сентября. 1993 года Оксфорд. Мобилизация есть война. Маршал Советского Союза Шапошников. Богдану Васильчу Ризуну, курсанту, стажеру противотанковой батареи 637-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. Глава первая. Прокоженные сапоги. В истории не было ни одной войны причины возникновения и цели, которые не были бы представлены зачинщиками и их учеными лакеями в извращенном фальсифицированном виде. Советская военная энциклопедия Том 6, страница 554. Российский солдат ходил в кожаных сапогах. Коммунистов ввели заменитель Эрзац. И стал советский солдат ходить не в кожаных сапогах, а в кирзовых. Конечно, в столичных гарнизонах. Придворные полки и дивизии обували в кожу. Пусть иностранцы думают, что советскому солдату живется хорошо. И советские оккупационные войска, войска сверхдержавы в соцлагере, Германии, Польши, Венгрии тоже обували в кожаные сапоги. Но всех своих солдат сверхдержава кожаными сапогами обеспечить не могла. И потому советский солдат по Союзу ходил в сапогах кирзовых а неудобно. В прямом смысле и в переносном. Особенно неудобно, когда предстоит выполнять почетную интернациональную задачу. Летом 1968 года меня, молодого офицерика, занесла военная судьба в Карпаты, на границу с братской социалистической Чехословакией. Контрреволюция душила страну, и нашей доблестной советской армии надо было вмешаться и народу братскому помочь, но в Кирзе неудобно. Просто нехорошо воину-освободителю Европу топтать не супер сапогом. Понятно, у нас офицеров сапожки, что надо, со скрипом и блеском, но солдатики наши одеты неприлично. Изнываемо в ожидании, Неделю в лесах ждем, другую ждем, месяц ждем, другой ждем, а дело уже к августу клонится. Надоело в лесах. Или бы одно решение наши вожди приняли, или другое, или вернули бы наши дивизии в лагеря и военные городки, или дали бы приказ оказать интернациональную помощь братскому народу. Но нет решения, и потому мы ждем. Весь день занятия до двенадцатого пота, а вечером ужинаем у костра и гадаем, пойдем в Чехословакию или не пойдем, и снова занятия с утра, а то и с вечера, и снова гадаем. И вот как-то под вечер на просеке, вдоль которой стоял наш батальон, появились огромные автомобили «Урал-375». На каждом хорошие кожаные сапоги. Забирай и валят те сапоги прямо на просеку, точно как самосвалы бросают скальную породу в кипящую воду, перекрывая несей. Много сапог, без счета. Есть, конечно, счет, но без особой точности. Забирай, всем хватит. Старшина, сколько у тебя народа? Сто двадцать девять. Вот сто двадцать девять пар. Размеры? Разберетесь. С соседями поменяйтесь. А у тебя сколько? Двести пятьдесят семь. Вот тебе куча и по всем просекам одновременно тысячи пар валят на землю. Десятки, сотни тысяч пар, всех за одну ночь переобуть, плохие кирзовые сбросить, хорошие кожаные обуть. В нашем лесу мы совсем не одни. Правее батальон и левее батальон. Впереди нас какие-то артиллеристы, дальше в ельнике еще батальон, еще один, и так до бесконечности. И все леса, соседние и дальние, войсками забиты. А ведь нас не батальоны, не полки и не дивизии. Нас целые армии. Восьмая гвардейская танковая армия переобувается. И тринадцатая армия. И еще какая-то позади нас. Всем в раз сапоги подвезли. С запасом. С перебором. И уж по всем просекам. По всем полянам поскрипывают наши солдатики новыми сапожками из государственных резервов. Приятно посмотреть. Кожа яловая, высший класс заглядений. Леса наши пограничные все разом переполнились скрипом кожаных сапог, вроде как трелями весенних птиц. И этот скрип наводил на размышления. А серьезно поразмыслив, можно было сделать и выводы. Командир нашего батальона собрал офицерский состав. Матерый был такой комбатище. Подполковник Протасов. Слов лишних не любил. Товарищи офицеры, — говорил, — надо выпить и закусить. Кто знает, что нас ждет за поворотом. Сели мы в бронетранспортер и в деревеньку соседнюю, а там в кабаке и артиллерийские офицеры уже пьют, и саперные, и исполит отдела не протолкнутся. Всем ясно, что зря наша любимая родина своих сыновей не балует. А коли так надо выпить, может быть, последний раз пьем. Может быть, придется воевать за свободу братского народа Чехословакии и в кровавой борьбе против капиталистов сложить голову. Подняли мы тогда наши фляги за Чехословакию, за ее свободолюбивый народ, который нашей помощи ждет и которую мы ему, безусловно, окажем, бескорыстно окажем. Мы добрые, мы всем помогаем, когда просят, когда не просят, тоже помогаем. Одним словом сидим, пьем, приказа пока нет, а уже всем ясно, и нам, офицерам, и солдатикам нашим, и буфетчице, которые нам подливает, и старикашке, который в углу пристроился с пивной кружкой. Хочется старому в нашу компанию втесаться и ученые слова сказать, но нам в такой ситуации с гражданским населением не положено общаться, чтобы тайны военные не разгласить, то есть намерения нашего командования. Сидел старикан в углу, сидел, весь извертелся, уж так ему хочется с нами поговорить, не выгорело ему. А уж когда мы уходили, он вроде, между прочим, вроде сам себе сказал, но так, чтобы все слышали точно как в сорок первом году. Такого мы никак не ожидали и понять не могли, а сказано было с вызовом, так что надо было ответить. — Ты это старый о чем? — О скрипе. В июне сорок первого Красная Армия в этих местах точно так же новенькими кожаными спагами скрипела. Вот с того самого момента я и потерял покой. После освободительного похода в Чехословакию служить мне выпало в тех же местах, в Карпатах. И выпало исходить, и стоптать, и сколесить, и при Карпатье, и за Карпати, И при случае к старикам, к сторожилам, к живым свидетелям заглядывал, как, мол, дело было в сорок первом и подтвердилось многими свидетельствами. В 1941 году перед германским нападением Красную армию в приграничных районах переобули в кожаные сапоги. И не только на Украине, но и в Молдавии, и в Белоруссии, и в Литве, и в Карелии. А кроме того, в 1941 году завезли в приграничные районы кожаных сапог на миллионы солдат, которых планировалось перебросить сюда из внутренних районов страны. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года, подробно об этом сообщении автор пишет в книге «Первый ледокол. Москва. Издательский дом. Новое время. 1992 год. Примечание редакции». Миллионы солдат из внутренних районов двинулись к границам, а кожаные сапоги для них уже сгружали на железнодорожных станциях вблизи границ. На станции Жмеренко, например, в начале июня 1941 -го года кожаные сапоги выгружали из вагонов и укладывали в штабеля под открытым небом. — Велика ли куча сапог? — спрашивал я. — А до самого неба, — отвечала старая крестьянка. — Как пирамида Хеопса, — уточнял школьный учитель. В Славутии куча сапог никак ни на пирамиду Хиопса не тянула, просто была большой, как половина пирамиды Хиопса. В Залещиках в мае 41-го на разгрузку кожаных сапог согнали чуть ли не все трудоспособное население в порядке приучения к бесплатному коммунистическому труду. Горы сапог помнят в Ковеле, Барановичах, Гродно. Начинал я разговор издалека. Что, мол, на станциях разгружали перед войной? Все отвечают, танки, пушки, солдат разгружали, ящики зеленые и сапоги. Не скажу, чтобы уж очень на сапоги напирали. Если человек всю жизнь возле станции прожил, то мог увидеть все, что угодно, на путях, на платформах, на разгрузочных площадках, всего не упомнишь, но все же было что-то особенное, мистическое в самом этом факте, разгрузки новеньких сапог, что заставляло людей обратить на это внимание и запомнить на всю жизнь. Запомнили люди те сапоги в основном по трем причинам. Во-первых, сапог было много, необычно много. Во-вторых, их укладывали прямо на землю иногда подстелив брезент, а иногда и без брезента. Это тоже было необычно. В-третьих, все из натуральной кожи, и все это добро досталось немцам. И это, пожалуй, главная причина. Никто из местных жителей не знал и не мог знать, зачем в 1941 году привезли столько сапог к самой границе. И мне раньше была непонятна цель — ради которой в 41 году советским солдатам у границ взамен плохих кирзовых сапог выдавали хорошие кожаные. Про 1968 год все понятно. Мы шли освобождать братскую Чехословакию. А до 22 июня 41 года наши отцы что намеревались сделать? Тоже кого-то освобождать? Кстати, мой отец прошел войну от самого первого дня до самого последнего, а потом прошел от первого до последнего дня короткую яростную войну против японской армии в Китае. Я спрашивал, как он вступил в войну, где, когда, в составе какой дивизии, какого корпуса, в каких сапогах, он рассказал. Его рассказ я потом проверил по архивным документам. После службы в Карпатах я учился в военной академии и имел возможность и желание копаться в архивах. Материалы о производстве сапог, о поставках в Красную армию, о размещении запасов сапог и другого подобного имущества были в те времена секретными. Я имел доступ к секретным материалам, но в миллионе бумаг найти одну нужную никак не удавалось приходилось собирать сведения по крупицам. Собирал и не переставал удивляться. Война давно кончилась, а сведения о хранении, переброске, потерях, солдатских сапог в предвоенные годы как были секретными, так секретными и остаются. Почему? В Англии говорят, любопытство губит кота. Этой мудрости я тогда не знал, а если бы знал, то работу свою не бросил бы. Я-то не кот много лет спустя понял, что любопытство губит не только кота. Но границы по приказу советского правительства вывезли не только миллионы пар кожаных сапог, но и миллионы комплектов обмундирования, десятки тысяч тонн запасных частей для танков, сотни тысяч тонн жидкого топлива для самолетов, танков и машин, миллионы ящиков, снарядов и патронов. И все это было брошено у границ, когда немцы нанесли удар. И снова вопрос. С какой целью все это тащили к границам? Ведь до 1939 года все запасы хранились далеко от них, так пусть бы там и лежали. Начнется война. Наша армия встанет в оборону. А из безопасного далека... Везут снабжение ровно столько, сколько нужно, не накапливая в доступных врагу районах ненужных излишков. Было много вопросов, ответов не было. Продолжал искать. Результатом поисков стала книга «Ледокол». «День М» — вторая книга, продолжение, но «День М» можно читать и как отдельную книгу. В ледоколе я преднамеренно почти не использовал архивные материалы, чтобы меня не могли упрекнуть, ты цитируешь, а как нам проверить, правильно ли цитируешь, да и есть ли вообще такой документ в архиве. Сейчас в архивы можно попасть и проверить, поэтому в этой книге использую материалы и архивные, и опубликованные в открытой печати. Основной упор все равно делаю на открытые материалы, которые доступны каждому. Хочу показать. Читайте, слушайте, размышляйте, делайте выводы. Это не я придумал. Это коммунисты сами говорят. Нужно только внимательно их слушать и читать. Изучая архивные материалы и открытые публикации, сделал для себя следующий вывод. Переброска миллионов пар сапог к границам, как и переброска боеприпасов, миллионов солдат, тысяч танков, самолетов и запасных частей. Все это не ошибки, не просчеты, а сознательная политика, хорошо продуманная стратегия. Это процесс, в который были вовлечены десятки миллионов людей. И этот процесс был начат решением советского руководства по рекомендации маршала Советского Союза Шапошникова. Этот процесс имел цель подготовить промышленность, транспорт, сельское хозяйство, территорию страны, советский народ и Красную армию к ведению освободительной войны на территории Центральной и Западной Европы. Этот процесс именовался коротким термином «мобилизация». Это была тайная мобилизация. Советское руководство готовило Красную армию и всю страну к захвату Германии и всей Западной Европы. Захват Западной Европы. Вот главная цель, ради которой Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Окончательное решение начать войну Сталин принял 19 августа 1939 года. Глава вторая. Почему Сталин уничтожил свою стратегическую авиацию? Раз на лицо имеется массовая наступательная армия, основная задача воздушной армии – содействие продвижению этой армии вперед, для чего должны быть сосредоточены все силы. Камбрик «Клопчинский», Воздушная армия. Страница 144. Сталин мог предотвратить войну. Одним росчерком пера. Возможностей было много. Вот одна из них. В 1936 году в Советском Союзе был создан тяжелый скоростной высотный бомбардировщик ТБ-7. Вот отзыв о нем. Генерал-майор авиации Стефановский, летчик-испытатель ТБ-7. Многотонный корабль своими летными данными превосходил на 10-километровой высоте все лучшие европейские истребители той поры. 300 неизвестных, страница 83. Генерал-майор авиации Шумихин, на высотах свыше 10 тысяч метров ТБ-7 был недосягаем для большинства имевшихся в то время истребителей, а потолок 12 тысяч метров делал его неуязвимым и для зенитной артиллерии. Советская военная авиация 1917-1941 годы, страница 218. Авиаконструктор Шавров. Выдающийся самолет. На ТБ-7 впервые, раньше чем в США и Англии, были подняты пятитонные бомбы. История конструкции самолетов в СССР 1938-1950 годы, страница 162. Профессор Кербер. Машина имела сильное оборонительное вооружение из 20 мм пушек и 12,7 мм тяжелых пулеметов. В большом бомбовом люке могли подвешиваться бомбы самых крупных калибров. Недоступный на максимальном потолке своего полета ни зенитным пушкам, ни истребителям того времени, ТБ-7 был самым сильным бомбардировщиком в мире. Ту ⁇ человек и самолет. Страница 143 эпохальный самолет. Сейчас мы имеем все основания утверждать, что ТБ-7 был значительно сильнее знаменитой американской летающей крепости Б-17. След в небе, страница 202. И западные историки согласны с такими высокими оценками. Джон Тейлор. На высотах 26 250-29 500 футов этот самолет имел большую скорость, чем германские истребители Мессершмитт 109 и Хенкель 112. Вацлав Немечек. У этой машины была удивительно долгая жизнь. В 50-х годах все еще можно было встретить отдельные экземпляры на полярных трассах, где их использовали для переброски грузов. Не надо доказывать, что долго живут и долго летают только хорошие самолеты. Выдающиеся качества ТБ-7 были доказаны западным экспертам осенью 1941 года. Ожидалось прибытие советской правительственной делегации во главе с Молотовым в Великобританию и США. Предполагалось, что единственно возможный его маршрут через Сибирь и Аляску. Но Молотов на ТБ-7 полетел из Москвы в Великобританию прямо над оккупированной Европой. Необходимо вспомнить, кто господствовал в воздухе осенью 41-го, чтобы полностью оценить степень доверия советского руководства этому самолету. Попади, Молотов, в лапы Гитлеру и не избежать громкого процесса где-нибудь в Нюрнберге. И всплыли бы преступления интернационал-социализма, которые могли потрясти мир на много веков. И открылось бы, что интернационал-социализм творит не меньшее злодеяние, чем его кровавый брат национал-социализм, что оба вполне достойны Нюрнбергской скамьи. Но Молотов не боялся попасть на скамью подсудимых, и Сталин, отпуская Молотова, не боялся процесса над своим режимом. Молотов летит не на чем-нибудь, а на ТБ-7. О чем же волноваться? И ТБ-7 не подвел. Он пролетел над Европой, погостил в Британии, слетал в Америку и вернулся тем же путем, еще раз безнаказанно пролетев над германскими владениями. В 1942 году Молотов вновь летал над Европой и вновь вернулся невредимым. После войны Советская правительственная комиссия провела анализ действий германской системы ПВО во время этих полетов Молотова. Выяснилось, что в полосе пролеты истребители на перехват не поднимались, на зенитных батареях тревога не объявлялась, постами наблюдения ТБ-7 не регистрировался. Проще говоря, германские средства ПВО не только не могли перехватить ТБ-7, но даже не смогли обнаружить его в своем воздушном пространстве. Полковник, в те времена капитан Пусеп, много раз водивший ТБ-7 над оккупированной Европой, не только с драгоценным телом Молотова, рассказывал. «Зенитка достает такую высоту не очень-то прицельно, можно сказать, почти на излете. Истребитель там вроде сонной мухи. Кто мне чего сделает?» Галай, третье измерение, страница 330. Итак, задолго до войны в Советском Союзе был создан неуязвимый бомбардировщик и подготовлен приказ о выпуске тысячи ТБ-7 к ноябрю 1940 года. Что оставалось сделать? Оставалось написать под приказом семь букв И. Сталин. Когда первые ТБ-7 летали на недосягаемых высотах, конструкторы авиационных держав мира уперлись в невидимый барьер высоты. В разреженном воздухе от нехватки кислорода двигатели теряли мощность. Они буквально задыхались, как альпинисты на вершине Эвереста. Существовал вполне перспективный путь повышения мощности двигателей и использования выхлопных газов для вращения турбокомпрессора, который подает в двигатель дополнительный воздух. Просто в теории сложно на практике. На экспериментальных, на рекордных самолетах получалось, на серийных нет. Детали турбокомпрессора работают в раскаленной струе ядовитого газа при температуре свыше 1000 градусов. Окружающий воздух минус 60 а потом возвращение на теплую землю. Неравномерный нагрев, резкий перепад давления и температуры корежили детали, и скрежет турбокомпрессора заглушал рев двигателя. Защитные лаки и краски выгорали в первом же полете, а на земле влага оседала на остывающие детали, и коррозия разъедала механизмы насквозь. Подшипники плавились, как восковые свечи. «Хорошо на рекордном самолете», из десяти попыток один раз не поломается турбокомпрессор, вот тебе и рекорд. А как бы с серийными самолетами? Искали все. А нашел Владимир Петляков, создатель ТБ-7. Секрет Петлякова хранился как чрезвычайная государственная тайна. А решение было гениально простым. ТБ-7 имел четыре винта, и внешний казался четырехмоторным самолетом, но внутри корпуса, за кабиной экипажа, Петляков установил дополнительный пятый двигатель, который винты не вращал. На малых и средних высотах работают четыре основных двигателя, на больших включается пятый, он-то и приводит в действие систему централизованной подачи дополнительного воздуха. Этим воздухом пятый двигатель питал самого себя и четыре основных двигателя. Вот почему ТБ-7 мог забираться туда, где никто его не мог достать. Летай над Европой, бомби кого хочешь и за свою безопасность не беспокойся. Имея тысячу неуязвимых ТБ-7, любое вторжение можно предотвратить. Для этого надо просто пригласить военные делегации определенных государств и в их присутствии где-то в Заволжской степи высыпать с звенящих высот пять тысяч тонн бомб и объявить. К вам это отношение не имеет. Это мы готовим сюрприз для столицы того государства, которое решится на нас напасть. Точность? Никакой точности. Откуда ей взяться? Высыпаем бомбы с головокружительной высоты, а отсутствие точности восполним повторными налетами. Каждый день по пять тысяч тонн на столицу агрессора, пока желаемого результата не достигнем, а потом и другим городам достанется. Пока противник до Москвы дойдет, знаете, что с его городами будет? В воздухе ты бы почти неуязвим, на земле противников не достанет, наши базы далеко от границы и прикрыты, а стратегической авиации у наших вероятных противников нет. А теперь, господа, выпьем за вечный мир. Так могли бы говорить сталинские дипломаты, если бы Советский Союз имел тысячу ТБ7. Но Сталин от тысячи ТБ7 отказался. Можно ли понять мотивы подобного отказа? Можно ли понять Сталина? Можно. На языке шахмат при наличии тысячи ТБ-7 можно объявлять шах неприятельскому королю еще до начала игры. А если партнер решится начать игру, объявить ему мат после первого же хода. Если пять тысяч тонн бомб которые ТБ-7 могли доставить одним рейсом, перевести на язык современной стратегии, то это 5 килотонн. Это уже терминология ядерного века. Если 5 килотонн недостаточно, то за два рейса можно доставить 10. А 20 килотонн — это то, что без особой точности упало на Хиросиму. Тысяча ТБ-7 Равнозначной ядерной ракете, наведенной на столицу противника. Мощь такова, что для потенциального агрессора война теряет смысл. Итак, одним рощерком сталинского пера под приказом о серийном выпуске ТБ-7 можно было предотвратить германское вторжение на советскую территорию. Я скажу больше. Сталин мог бы предотвратить и всю Вторую мировую войну. Понятно, в августе 1939 года он не мог иметь всю тысячу ТБ-7, но 200, 300, 400 и даже 500 иметь мог. Один вылет 200 ТБ-7 килотонну. Имея только 200 ТБ-7, пакт Молотова-Риббентропа можно было не подписывать. Имея только 200 ТБ-7, можно было не оглядываться на позицию Великобритании и Франции. Можно было просто пригласить Риббентропа, а может и самого Гитлера, продемонстрировать то, что уже есть, рассказать, что будет, а потом просто и четко изложить свою позицию. Господин министр или господин канцлер, у нас отношения с Польшей не самые лучшие, но германское продвижение на восток нас пугает. Разногласия Германии с Польшей нас не касаются. Решайте сами свои проблемы, но только не начинайте большую войну против Польши. Если начнете, мы бросим в Польшу пять миллионов советских добровольцев. Мы дадим Польше все, что она попросит. Мы развернем в Польше партизанскую войну и начнем мобилизацию Красной Армии. Ну и ТБ-7. Каждый день. Пока пять тысяч тонн в день обеспечить никак не можем, но тысячу тонн в день гарантируем. Так можно было бы разговаривать с Гитлером в августе 1939 года, если бы Сталин в свое время подписал приказ о серийном выпуске. Справедливости ради надо сказать, что Сталин приказ подписал, но потом его отменил. И подписал снова. И отменил. И снова. Четыре раза ТБ-7 начинали выпускать серийно, и четыре раза серии снимали. Озеров Туполевская Шарага, страница 47. После каждого приказа промышленность успевала выпустить три-четыре ТБ-7, и приказ отменялся. Снова все начиналось, и снова. Обрывалось на 22 июня 1941 года ТБ7 серийно не выпускался. За четыре попытки авиапромышленность успела выпустить и передать стратегической авиации не тысячу ТБ-7, а только 11. Более того, Почти все эти одиннадцать не имели самого главного, дополнительного пятого двигателя. Без него лучший стратегический бомбардировщик мира превратился в обыкновенную посредственность. После нападения Гитлера ТБ7 запустили в серию Но поздно. Возникает вопрос. Если бы Сталин дал приказ о выпуске тысячи ТБ-7 и не отменил его, смогла бы советская промышленность выполнить сталинский заказ? Смогла бы к концу сорокового года выпустить тысячу таких самолетов? Создатель ТБ-7, авиаконструктор Владимир Петляков, После трагической гибели Петлякова ТБ-7 был переименован в Т-8, ни минуты в этом не сомневался. Александр Микулин, создавший двигатели для ТБ-7, был полностью уверен, что советской промышленности такой заказ по плечу. Заместитель авиаконструктора Туполева профессор Кербер, ведущие эксперты авиапромышленности Егер, Лещенко, Стоман, главный конструктор завода, выпускавшего ТБ-7 Незваль, главный технолог завода Шекунов и многие другие, от кого зависел выпуск ТБ-7, считали задачу выполнимой в отведенный срок. Авиаконструкторы Шавров и Туполев считали, что 1000 ТБ-7 могут быть готовы к ноябрю 1940 года. Уверенность конструкторов и лидеров промышленности понятна. ТБ-7 появился не на пустом месте. Россия — родина стратегических бомбардировщиков, это я говорю с гордостью. В начале века, когда весь мир летал на одномоторных самолетах, Россия первая в мире начала строить самолеты двухмоторные. Мир еще не успел по достоинству оценить этот шаг, а великий русский инженер Игорь Иванович Сикорский в 1913 году построил первый в мире четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Илья Муромец. Уже в ходе испытаний Муромец бьет мировой рекорд дальности. По дальности, вооружению и бомбовой нагрузке в течение нескольких лет Муромцу не было равных. Он имел самое передовое по тем временам навигационное оборудование, бомбардировочный прицел и первый в мире электрический бомбосбрасыватель. Для самозащиты Муромец имел восемь пулеметов, и была даже попытка установить на нем 76 миллиметровую полевую пушку. Через год Россия стала первой в мире страной, создавшей подразделение тяжелых бомбардировщиков, эскадру воздушных кораблей. Захватив власть в стране, коммунисты резко затормозили техническое развитие России, истребив и изгнав миллионы самых толковых, самых трудолюбивых, самых талантливых. Среди изгнанников оказался и Игорь Сикорский. И все же технический потенциал России был огромен. Вопреки террору, Вопреки коммунистическому гнету, Россия продолжала оставаться лидером в области тяжелых бомбардировщиков. В 1925 году конструкторским бюро Туполева был создан ТБ-1, первый в мире цельнометаллический бомбардировщик, он же первый в мире бомбардировщик моноплан со свободно несущим крылом. Весь остальной мир строил еще только деревянные бомбардировщики Бипланы. планы уже в ходе испытаний ТБ-1 бьет два мировых рекорда. В короткий срок было построено 218 ТБ-1, и это тоже своего рода рекорд. Это в несколько раз больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. По мере выпуска самолетов формировались эскадрильи, полки и бригады. Туполев в 1930 году выдает еще более мощный бомбардировщик. ТБ-3. Первый в мире четырехмоторный моноплан со свободно несущим крылом. Среди самолетов мира, как военных, так и гражданских, ТБ-3 был самым большим. Таких самолетов никто в мире не имел, не только в производстве, но даже в проектах. А Туполев уже в 1933 году Начинает эксперименты по дозаправке ТБ-3 в воздухе. На ТБ-3 было установлено несколько мировых рекордов, включая высотные полеты с грузами 5, 10 и 12 тонн. Схема ТБ-3 стала классической для этого класса самолетов на многие десятилетия вперед. Поражает скорость выполнения заказа. Выпуск доходил до 3 ТБ-3 в день. Рябчиков, Магит, Становление, страница 132. Советская промышленность бьет свой собственный рекорд. В короткий срок выпускает 818 ТБ-3. Здесь уже не обойдешься полками и бригадами. 23 марта 1932 года Советский Союз первым в мире начинает формирование тяжелых бомбардировочных корпусов. В январе 1936 года создается первая в мире авиационная армия. В марте вторая, чуть позже третья. Никто тогда не имел ни авиационных армий, ни даже корпусов стратегической авиации. Флот в тысячу тяжелых бомбардировщиков — это мечта стратегов, и она впервые была воплощена в Советском Союзе. Генералы и политики всех стран спорили о доктрине генерала Дуэ, только Сталин не спорил. Но это не все. Планировалось перевооружить три авиационные армии новейшими бомбардировщиками — и дополнительно развернуть еще три армии в белорусском, киевском и ленинградском военных округах. Шумихин, советская военная авиация 1917-1941 годы, страница 185. Пока ТБ-3 учился летать, пока его только ставили на крыло, Около десятка конструкторских бюро уже включились в жестокую схватку за новейший стратегический бомбардировщик, который потом должен заменить тысячу туполевских ТБ-1 и ТБ-3. Сам Туполев предлагает семимоторный Максим Горький. Самолет появляется на парадах, потрясая толпу своими размерами, и только немногие знают его настоящее название ТБ-4. Павел Сухой предлагает одномоторный сверхдальний бомбардировщик ДБ-1 с невероятно большим размахом крыльев. Самолет под другой маркой совершил несколько полетов через Северный полюс в Америку. Америка в восторге встречает советских героев-летчиков, не понимая, что идут испытания экспериментального бомбардировщика. А Сергей Козлов предлагает 12-моторный гигант, способный поднимать несколько десятков тонн бомб или перебрасывать в тыл противника десантное подразделение с любым тяжелым оружием, включая и танки. Удивительные проекты Калинина. Виктор Болховитинов предлагает тяжелый бомбардировщик ДБА. По виду и характеристикам новый самолет. Но это просто коренная переработка Туполевского ТБ-3. Классический пример того, как с минимальными затратами на базе старого самолета создать новый. ДБА бьет сразу четыре мировых рекорда. Это новейший самолет но его могут выпускать те же заводы, что выпускают ТБ-3 без перестройки производственного цикла, без смены оборудования, без нарушения устоявшихся технологических процессов, без переучивания рабочих и инженеров, без обычного в таких случаях снижения количества выпускаемых самолетов и даже без переучивания летчиков, техников и инженеров стратегической авиации. Если время поджимало, можно было пустить ДБА в Сирию и к началу Второй мировой войны полностью обновить флот стратегической авиации. Но тут появилось настоящее чудо. ТБ-7 Петлякова. ТБ-7 затмил все предыдущие марки самолетов. К моменту его создания производство тяжелых бомбардировщиков в Советском Союзе было отлажено как производство автомобилей у Генри Форда. Смена модели процесс болезненный, но это проще, чем создавать новое дело на пустом месте. Страна в страшные годы, когда миллионы умирали от голода, была лидером в области тяжелых бомбардировщиков. А когда экономическая ситуация резко улучшилась, Та же страна добровольно от первенства отказалась. Когда никто стране не угрожал, она отрывала кусок хлеба у умирающих детей, чтобы строить тяжелые бомбардировщики. Но вот появился рядом Гитлер, запахло войной, а тяжелые бомбардировщики почему-то больше не строятся. И не в том вопрос, успели бы мы построить тысячу ТБ-7 к началу войны или нет, вопрос в другом, почему даже не пытались. К моменту появления ТБ-7 в Советском Союзе были созданы конструкторские бюро, способные создавать самолеты, опережающие свое время. Имелась промышленность, способная осуществлять массовый выпуск в количествах, превышающих потребность мирного времени. Были открыты академии, летные и технические школы. Разработана теория боевого применения и получен боевой опыт в локальных войнах и на грандиозных учениях. Построены аэродромы, базы, учебные центры, полигоны. Создано формирование. Подготовлены кадры от командующего армией до бортового стрелка. От инженеров по навигационному оборудованию до фотодешифровщиков крупных авиационных штабов. Выращены летчики, штурманы. Бортинженеры, техники, мотористы, метеорологи, радисты, авиационные медики и прочие, и Сложились коллективы и родились традиции, воспитаны теоретики и практики. И вот после всего этого страна, которая была единственным лидером в области стратегической авиации, вступила во Вторую мировую войну без стратегической авиации. Приказом Сталина в ноябре 1940 года авиационные армии были расформированы. А 22 июня 1941 года советская стратегическая авиация в своем составе имела только пять корпусов и три отдельные дивизии. Основное их вооружение ДБ-3Ф. Это великолепный бомбардировщик, но это не стратегический бомбардировщик. Еще оставались на вооружении ТБ-3, их можно было использовать как транспортные самолеты, но как бомбардировщики они устарели. ТБ-7, как мы уже знаем, было только 11. Этого количества было недостаточно даже для одной эскадрильи. Без ТБ-7 стратегическая авиация перестала быть стратегической. Мало того, весной 1941 года Сталин устроил настоящий разгром. До этого высший командный состав стратегической авиации комплектовался только теми, кто отличился в боях, кто в небе Китая, Испании, Монголии доказал свое право командовать. Все командующие авиационными армиями — герои Советского Союза. В те времена звание это весило гораздо больше, чем сейчас. Командующий второй армией Денисов имел не одну, а две золотые звезды. Те годы таких людей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Весной 1940 года Сталин вводит генеральские звания, но звездами не разбрасывается. Начальник главного управления ВВС, генерал-лейтенант авиации. Начальник штаба ВВС, генерал-майор авиации. При такой скупости командующих авиационными армиями Сталин не обижает. Он им дает звание генерал-лейтенантов авиации, командующий авиационными армиями. По воинскому званию равнялись самому высокому авиационному начальству и превосходили некоторых из его заместителей, включая и начальника штаба ВВС. Сталин верит лидерам стратегической авиации. Командующий третьей армией генерал-лейтенант авиации Проскуров – становится начальником ГРУ перед тем, как принять под командование всю стратегическую авиацию. Но вот Сталин на что-то решился, и начинается разгром. Эта тема заслуживает отдельного исследования, а сейчас только два примера для иллюстрации. Генерал-лейтенант авиации Денисова Сталин отправил в Закавказье командовать авиацией второстепенного округа. Дальше он будет служить на должностях, не соответствующих его званию, выше командира дивизии не поднимется. Генерал-лейтенант авиации Проскуров в апреле 41-го был арестован, подвергнут чудовищным пыткам и ликвидирован в октябре. А командовать стратегической авиацией был назначен полковник Горбацевич. Кожевников — Командование и штаб ВВС Советской армии в Великой Отечественной войне 41-45 годов, страница 26. Полковник нигде ранее не отличился и не отличится потом, но Сталину не нужны не только ТБ-7, но и командиры, доказавшие умение летать на тяжелых бомбардировщиках. Кажется, нет такой ситуации, в которой ТБ-7 могли бы оказаться лишними. Если Сталин намерен предотвратить Вторую мировую войну, а сам рассчитывает остаться нейтральным, тогда ТБ-7 очень нужны как гарантия нейтралитета. Если Сталин планирует оборонительную войну, то надо не ломать укрепленные районы на линии Сталина, а усиливать их. Надо было войскам дать приказ зарыться в землю, как это было потом сделано под Курском. Надо было загородиться непроходимыми минными полями от моря до моря. И пока противник прогрызает нашу оборону, пусть ТБ-7 летают на недосягаемых высотах, пусть подрывают германскую экономическую мощь. Если Сталин планирует оборонительную войну, ТБ-7 очень нужны. Ресурсы Сталина не ограничены, а ресурсы Гитлера ограничены. Поэтому... Если война начнется, Сталину выгодно ее затянуть. Война на истощение для Германии смертельна. А чтобы ресурсы истощились быстрее, надо стратегическими бомбардировщиками ослаблять военный экономический потенциал и лучшего инструмента, чем ТБ-7, не придумать. Если Сталин решил дождаться германского вторжения, и потом нанести контрудары. И историки очень любят эту версию, так и пишут. Планировал сидеть, сложа руки, и терпеливо ждать, пока Гитлер не стукнет топором, а уж потом намеревался ответить. То для ответного удара ничего лучшего, чем тысяча ТБ-7 вообразить нельзя. История ТБ-7 опровергает не только легенду о контрударах, которые якобы готовил Сталин, но и легенду о том, что Сталин боялся Гитлера. Если боялся, то почему не производил ТБ-7 серийно? Чем больше боялся, тем быстрее должен был освоить производство ТБ-7. Пусть читатель попробует со мной не согласиться. Когда мы ночью боимся идти диким лесом, мы берем в руки дубину. Чем больше боимся, тем побольше и потяжелее выбираем дубину и помахиваем ею воинственно. Не так ли? а Сталину дубинку навязывают. Личный референт Сталина, авиаконструктор, генерал-полковник авиации Яковлев свидетельствует, что начальник НИИ ВВС, генерал-майор авиации Филин, не боялся в присутствии многих доказывать Сталину необходимость серийного выпуска ТБ-7. Спорить со Сталином — это риск на грани самоубийственного подвига. Филин настаивал. Его поддерживали некоторые другие. В конце концов Сталин уступил, сказав, «Ну, пусть будет по-вашему, хотя вы меня не убедили». Яковлев, «Цель жизни», страница 182. Это один из тех случаев, когда Сталин разрешил ТБ выпускать. Вскоре Сталин одумается, решение свое отменит, и вновь найдутся смельчаки спорить с ним и доказывать. Вопрос вот в чем. Почему Сталину надо было доказывать? Если все вокруг понимали неоспоримые достоинства ТБ-7 и необходимость его серийного выпуска, почему же Сталин не мог понять таких простых вещей? А между тем и самому глупому ясно, что в диком лесу с дубиной веселее, чем без нее. Если все сводится к сталинской глупости, то ТБ-7 был бы запрещен одним махом, и больше к этому вопросу Сталин никогда бы не вернулся. Но Сталин восемь раз меняет свое решение на прямо противоположное. Что за сомнение? Как это на Сталина не похоже? Истребить миллионы лучших крестьян, кормильцев России, никаких сомнений. Подписал бумагу, и вот вам год великого перешиба. Уничтожить командный состав армии без сомнений. Подписать пакт с Гитлером ⁇ никаких проблем. Три дня переговоров и пробки в потолок. Были у Сталина сомнения, были колебания. Но пусть меня поправят. Таких серьезных не было. Отказ от ТБ-7 ⁇ это самое трудное из всех решений, которые Сталин принимал в своей жизни. Это самое важное решение его жизни. Я скажу больше. Отказ от ТБ-7 ⁇ это вообще самое важное решение, которое кто-либо принимал в XX веке. Вопрос о ТБ-7 ⁇ это вопрос о том, будет Вторая мировая война или не будет. Когда решался вопрос о ТБ-7, попутно решалась и судьба десятков миллионов людей. Соображения Сталина понятны, когда четыре раза подряд он принимал решение о серийном производстве ТБ-7. Но когда Сталин столько же раз свое решение отменял, руководствовался же он чем-то, почему никто из историков до сих пор не пытается высказать даже предположение о мотивах Сталина? У ТБ-7 были могущественные противники и пора их назвать. Генеральный штаб РКК был образован в 1935 году. До германского вторжения сменилось четыре начальника генерального штаба. Маршалы Советского Союза Егоров и Шапошников, генералы армии Мерецков и Жуков, все они были противниками ТБ-7. Противниками не только ТБ-7, но и вообще всех стратегических бомбардировщиков. Были многие видные авиационные генералы, включая Рычагова, Орженухина, Полынина. Противником ТБ-7 был референт Сталина по вопросам авиации авиаконструктор Яковлев. Ну и, понятно, противниками стратегических бомбардировщиков были почти все советские военные теоретики, начиная с Триандафилова. Лучше всех доводы против тяжелых бомбардировщиков изложил выдающийся советский теоретик воздушной войны профессор Камбрик Александр Николаевич Лапчинский. Он написал несколько блистательных работ по теории боевого применения авиации. Идеи Лапчинского просты и понятны. Бомбить города, заводы, источники и хранилища стратегического сырья хорошо а лучше захватить их целыми и невредимыми и использовать для усиления своей мощи. Превратить страну противника в дымящиеся развалины можно, а нужно ли? Бомбить дороги и мосты в любой ситуации полезно, за исключением одной, если мы готовим вторжение на вражескую территорию. В этом случае мосты и дороги надо не бомбить, а захватывать, не позволяя отходящему противнику их использовать или разрушать. Бомбардировка городов резко снижает моральное состояние населения, это правильно, кто с этим спорит, но стремительный прорыв наших войск к вражеским городам деморализует население больше, чем любая бомбардировка. И Лапчинский рекомендует Сталину все силы Красной Армии направить не на подрыв, военной и экономической мощи противника а на захват задача красной армии разгром армии противника задача авиации открыть дорогу нашим армиям и поддержать их стремительное движение вперед лапчинский рекомендует войну не объявлять а начинать внезапным сокрушительным ударом советской авиации по вражеским аэродрому Внезапность и мощность удара должны быть такими, чтобы в первые часы подавить всю авиацию противника, не позволив ей подняться в воздух. Подавив авиацию противника на аэродромах, открываем дорогу танкам, а наступающие танки в свою очередь опрокидывают противника. Цели для нашей авиации не городские кварталы, не электростанции, не заводы а вражеские самолеты, не успевшие подняться в воздух. Огневая точка, мешающая продвижению нашей пехоты. Колонна машин с топливом для вражеских танков. Противотанковая пушка, притаившаяся в кустах. Другими словами, предстоит бомбить не площади, а точечные цели, многие из которых подвижны. Предстоит бомбить не в стратегическом тылу, а в ближайшем тактическом, а то и прямо на переднем крае. А для такой работы нужен не тяжелый бомбардировщик, а легкий маневренный самолет, который подходит к цели вплотную, чтобы опознать ее, чтобы накрыть ее точно, не задев своих, свои торяды. Нужен самолет, который или пикирует с высоты, или подходит к цели на бреющем полете, чуть не сбивая винтом верхушки деревьев. Если мы намерены взорвать дом соседа, нам нужен ящик динамита. Но если мы намерены соседа убить, а его дом захватить, тогда динамит нам не нужен. Тогда необходим более дешевый, легкий и точный инструмент. Вот Лапчинский рекомендует Сталину другой инструмент. Легкий пикирующий бомбардировщик или маневренный штурмовик. Стратегический бомбардировщик летает с дальних стационарных аэродромов на огромные расстояния, а нам нужен такой самолет, который всегда рядом, который базируется на любом временном аэродроме, который легко меняет аэродромы вслед за наступающими дивизиями и корпусами, который выполняет заявки танкистов немедленно. Нужен легкий самолет, пилоты которого сами видят ситуацию, и мгновенно реагирует на ее изменения. Владимир Петляков, кроме тяжелого четырехмоторного, точнее пятимоторного ТБ-7, создал и другой, небольшой двухмоторный скоростной маневренный пикирующий бомбардировщик Т-2. Это было именно то, что нужно Сталину, и Сталин решил строить двухмоторные и числом побольше. Яковлев Цель жизни, страница 182. А нельзя ли строить и легкие, и тяжелые бомбардировщики одновременно? Нет, говорил Лапчинский, нельзя. Все силы, все возможности должны быть сконцентрированы на решение главной задачи — завоевание полного господства в воздухе, то есть на внезапном ударе по аэродромам противника. Если такой удар нанесен, то города и заводы бомбить незачем. Сталин долго позволял строить и те, и другие. А потом понял, надо выбрать что-то одно. И выбрал. Если железная сталинская логика нам не понятна, то проще всего объявить Сталина безумцем. Но давайте взглянем на Гитлера. Это тоже агрессор, и именно потому стратегической авиации у него нет. Гитлер готовит молниеносный захват Франции, и потому мосты надо не бомбить, а захватывать и сохранять. Мосты нужны германским танковым дивизиям для стремительного наступления. И Париж бомбить не надо. Париж со всеми своими сокровищами достанется победителю. Гитлеру не надо разрушать судостроительные верфи Бреста, танковые и артиллерийские заводы Шербура, Шамона и Буржа, авиазаводы Амстердама. Они будут работать на усиление военной мощи Третьего Рейха. Для Блицкрига Гитлеру нужна авиация. Но, как и Сталину, не та, которая разрушает города и заводы. А та, которая одним ударом накроет французскую авиацию на аэродромах, которая внезапными ударами парализует всю систему военного управления. Нужна авиация, которая откроет путь танкам и обеспечит стремительность их рывка к океану. Нужна авиация, которая висит над полем боя, выполняя заказы танкистов. Нужна авиация, которая бьет не по гигантским площадям, а по точечным целям. Для Блицкрига нужен небольшой пикирующий бомбардировщик, который несет совсем немного, но бомбит точно. Двухмоторный «Юнкерс-88», а то и одномоторный «Юнкерс-87». Но война пошла по другому руслу. Из быстротечной превратилась в затяжную. Появились города германским танкам недоступные Лондон и Челябинск, Бристоль и Куйбышев, Шеффилд и Магнитогорск. Вот тут Гитлеру стратегическая авиация не помешала бы, но ее не оказалось. А идеи Лобчинского, высказанные задолго до прихода Гитлера к власти, Сталином были использованы. Правда, не в сорок первом, как замышлялось, а в сорок пятом. Сталинские пикирующие бомбардировщики П-2 и штурмовики Ил-2 внезапным ударом накрыли японские аэродромы. И советские танковые клинья вспороли Манчжурию. Страна досталась победителю. Советские десантные подразделения высаживались в китайских городах не для того, чтобы разрушать мосты, дороги и заводы, а для того, чтобы не допустить их разрушения. В такой войне для стратегической авиации работы не было. В начале 20-х годов стратегическая авиация была нужна Сталину для того, чтобы никто не помешал свободно наращивать советскую военно-экономическую мощь. Со второй половины тридцатых Сталин все более склоняется к сценарию такой войны, в итоге которой экономический потенциал Германии будет не уничтожен, а захвачен и в дальнейшем использован советами. Глава третья. Про Иванова. Моногоре всем буржуем, мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови. Господи, благослови! Александр Блок Исследователь порой отдает всю жизнь научному поиску. И вот однажды судьба посылает ему удачу. Он открывает имя никому ранее неизвестного фараона. Именно такая удача выпала и на мою долю. В пропыленных архивах я нашел сведения о некоем могущественном, но мало кому известном вожде, власть которого на одной шестой части суши была безгранична. Правда, мой фараон не из забытых веков, а из двадцатого. Звали фараона товарищ Иванов. Кто его помнит, кто его знает... А между тем названный товарищ, судя по документам, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Вот пример. 25 сентября 1943 года маршалы Советского Союза Жуков и Василевский, генералы армии Рокоссовский, Ватутин, Конев и Малиновский получили совершенно секретную директиву на форсирование Днепра. Документ начинался сурово и просто. Товарищ Иванов приказал. У товарища Иванова было достаточно власти, чтобы ввести в сражение одновременно пять армий, или десять, или двадцать. Директива 25 сентября 1943 года отдавалась одновременно четырем фронтам, в составе которых была 31 армия, включая четыре танковые армии и четыре воздушные, и это не предел в распоряжении товарища иванова во время войны было семьдесят общевойсковых восемнадцать воздушных пять ударных одиннадцать гвардейских шесть гвардейских танковых армий помимо этого армии нквд армии пво отдельная гвардейская воздушно десантная армия десять саперных армий и так далее и так далее и отдельные корпуса Десятками и отдельные дивизии сотнями. И надо сказать, что приказы товарища Иванова выполнялись всеми маршалами и генералами беспрекословно, немедленно и любой ценой. Парадоксально, но при такой власти товарищ Иванов был мало известен даже в очень узких, высоких кругах. Пример Перед войной Деканозов официально был советским послом, в те времена именовался полпредом в Берлине, и заместителем наркома иностранных дел, а неофициально чекистом, приближенным к Лаврентию Павловичу. Так вот, Деканозов долгие годы понятия не имел о существовании товарища Иванова, и однажды получилось нехорошо. В 1940 году прибыла в Германию советская делегация специалистов по авиапромышленности. Советские товарищи посетили секретные заводы, включая подземные, конструкторские бюро, осмотрели новейшие образцы германской авиационной техники, купили, что понравилось, и попросили посольство, в те времена именовалось полпредством, и торговое представительство оплатить. Здесь снова возникает вопрос, кто кому больше верил. Германские господа продали советским товарищам образцы всех новейших самолетов, подводных лодок, зенитных и противотанковых орудий. А советские товарищи не продавали Ил-2, Т-2, Т-34, КВ, БМ-13 и даже не показывали их своим верным германским друзьям. Итак, советская делегация выбрала мистер Шмидты 108, 109Е, 110С, 209, До-215, Юнкерс-88, Хенкельс-100 и много других достойных машин. Немцы не прятали своих секретов, а наши не скупились, выбрали двенадцать типов, брали по два, по три экземпляра, а то и по пять, по шесть. Кроме самолетов выбрали советские товарищи образцы двигателей, приборов, аппаратуры. оплатить а посольству и торговому представительству? Нет, говорят дипломатические товарищи, так дела не делаются. Надо писать в Москву, Согласовать с наркоматом обороны и наркоматом авиационной промышленности. Те направят заказ в наркомат торговли, там вопросы обсудят эксперты, согласуют с наркоматом иностранных дел, подключат финансистов. Тут один нетерпеливый товарищ из делегации говорит, нам бы побыстрей. Давайте я в Москву шифровку шарахну написал текст зашифровал и просит отослать по адресу москва иванову тут же все посольство восстало сам товарищ доканозов возмутился да не может быть такого адреса это вроде как на деревню дедушки нетерпеливый товарищи упорствует долго ругались наконец шифровку отослали удивительно что в москве шифровка адресата нашла и очень даже быстро и пришел ответ без промедления, будто громыхнуло над посольством. Был тот ответ краток и прост, как приговор революционного трибунала. Московский адресат, товарищ Иванов, так крикнул, что самолеты были куплены без промедления, счета оплачены сполна, а драгоценный груз с курьерской скоростью отправлен куда следует. Товарищ Деканозов и другие ответственные товарищи сразу сообразили, кто в Москве скрывается под скромной фамилией. Конечно, конечно, это был он. За кремлевскими стенами под псевдонимом Иванов жил и работал сам товарищ Иванович, он же Васильев он же Чижиков, он же Коба, он же Швили и Джугашвили, он же Салин и Сталин. Много было у Сталина псевдонимов. Одни отсеклись, забылись и стерлись, другие остались. Псевдоним Иванов оставался до самого конца и использовался в ситуациях экстраординарных. Все это я рассказываю вот к чему. Однажды в 1936 году Сталин собрал авиационных конструкторов у себя на ближней даче, угостил совсем кавказским гостеприимством, а потом поставил задачу построить самолет, конечно лучший в мире, под названием Иванов. Работы над проектом «Иванов» вели одновременно многие коллективы, в том числе под руководством Туполева, Немана, Поликарпова, Григоровича. В те времена под общим руководством Туполева работали конструкторские группы Петлякова, Сухого, Архангельского, Месищева. Под руководством Поликарпова группа Микояна и Гуревича, у Григоровича группа Лавочкина и Грушина. Все, что Сталин приказывал Туполеву, Григоровичу или Поликарпову, автоматически распространялось и на вассальные конструкторские группы. Одним словом, вся советская авиационная конструкторская мысль была сконцентрирована на выполнении единой задачи. И не думайте про кооперацию, как раз наоборот. Жестокая конкуренция победит сильнейший, а кнутов и пряников у товарища Иванова всегда было достаточно. Излишне пояснять, что Иванов — боевой самолет. Не мог же Сталин бросить почти всех своих конструкторов на разработку самолета для гражданских нужд. Любой справочник по истории авиации дает исчерпывающий материал о том, что в конечном итоге из проекта Иванов получилось. И коммунистические историки делают упор именно на конечный результат. А я зову своих читателей разобраться в другом вопросе. Не что получилось, а что замышлялось. В истории советской авиации был только один самолет, который разрабатывался под псевдонимом Сталина. Причем девиз проекта родился не по инициативе верноподданных низов как это было тогда принято, а по инициативе самого Сталина. Авиаконструктор Шавров свидетельствует. Девиз «Иванов по указанию Сталина». Это был его телеграфный адрес. История конструкции самолетов в СССР 1938-1950 годы, страница 45. Самолета еще нет. Конструкторы еще и карандашей в руки не взяли, а Сталин уже дал самолету свое имя. А ведь это именно тот самолет, на который Сталин делает ставку в грядущей Второй мировой войне о необходимости и неизбежности, о которой он говорит постоянно и открыто. Есть ли другой самолет, на разработку которого Сталин бросил столько конструкторских сил? Нет. Что же нужно заказчику? Может быть Иванов стратегический бомбардировщик который создается для того, чтобы отбить у потенциальных агрессоров желание нападать. Нет, это не так. Стратегический бомбардировщик уже создан. Вспомним, идет тот самый 1936 год, в котором Петляков завершил работу над ТБ-7. Если Сталин намерен предотвратить войну, то не надо собирать конструкторов, не надо ставить им задачу на разработку нового самолета, а надо просто запустить в серию ТБ-7. Вот его бы и назвать Иванов, или прямо и открыто Сталин. Какая символика! Тут вам и полет в заоблачных недосягаемых высотах, тут и мощь нескрушимая, и сила удара, и предупреждение врагам, и много еще всякого придумали бы поэты и пропагандисты, но нет. Не нужен Сталину самолет для предотвращения войны. А может быть, товарищ Сталин считает, что грядущая война будет святой оборонительной войной в защиту Отечества, и потому повелел создать лучший в мире истребитель, который защитит наше мирное небо? Нет, товарищ Сталин так не считает. Страну и армию к оборонительной войне не готовит. Я даже бумагу тратить не буду на доказательство того, что Великое Отечественное случилось по недоразумению. По оплошности, вопреки сталинским планам и замыслам. А вот на что мне не жалко времени, силы и бумаги, так это на доказательство простого факта. Сталин к войне готовился. Готовился и так, как никто не готовился. Весь народ, богатейший в мире страны, двадцать лет ютился в бараках, не доедал, толкался по очередям, доходил до людоедства и трупоедства ради того, чтобы подготовить армию к войне. Правда, не к великой и не к отечественной. Вот смотрите. Среди присутствующих на сталинской даче Николай Поликарпов. В предыдущем, 1935 году, на авиационной выставке в Милане Поликарповский И-15 БИС официально признан лучшим истребителем в мире, а у Поликарпова уже в серии И-16 и, и кое-что в разработке. Поликарпов — лидер в мировой гонке за лучший истребитель. Казалось бы, оставьте Поликарпова. Не мешайте ему, не отвлекайте его. Он знает, как делать истребители. Только не сбивайте его с темпа. Идет гонка, и каждый час, каждая минута цена крови, цена человеческих жизней. Но нет. Отвлекитесь, товарищ Поликарпов. Есть работа важнее, чем создание истребителя. Не интересует товарища Сталина, Истребитель для оборонительной войны. Итак, каким же рисовался Сталину идеальный боевой самолет, на разработку которого он отвлекает своих лучших конструкторов, как создателей бомбардировщиков, так и создателей истребителей. Сам Сталин объяснил свое требование в трех словах. Самолет чистого неба. Если это не до конца ясно, я поясню в двух словах. Крылатый шакал. Для того, чтобы зримо представить сталинский замысел, нам надо из 1936 года мысленно перенестись в декабрь 1941 года на жемчужные берега Гавайских островов. Яркое солнечное утро. Американский флот в гавани в 7.55 на сигнальной мачте в порту поднимается синий предварительный сигнал, который дублируется всеми кораблями флота. После этого предварительные одновременно на всех кораблях скользнут вниз, зальются трелями боцманские дудки, запоют горно на эсминцах и крейсерах, грянут оркестры на линкорах и ровно в 8.00. Поплывут вверх носовые гюйсы и кормовые и государственные флаги. Так было всегда. Но мы вспоминаем то самое утро, когда торжественную церемонию завершить не удалось. В семь пятьдесят пять предварительные флаги скользят вверх, а под лучами солнца заходит первая волна японских бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей. В первой волне 183 самолета. Из них истребители прикрытия меньше четверти. Мощное истребительное прикрытие в этой обстановке не требуется. Японская воздушная армада в основном состоит из ударных самолетов, бомбардировщиков и торпедоносцев на Кадзима B5H1 и B5H2. Вот. Именно эти самолеты нас и интересуют. В их конструкции и характеристиках нет ничего выдающегося, но при нанесении внезапного удара они великолепны. По виду, размерам и летным характеристикам на Кодзима B Б-5H больше похож на истребитель, чем на бомбардировщик. Это дает ему возможность проноситься над целью так низко, что с кораблей из земли видны лица пилотов. Так низко, что промах при сбросе смертоносного груза практически исключен. На 5 5 h низко несущий моноплан. Двигатель один, радиальный, двухрядный с воздушным охлаждением. В некоторых самолетах экипаж из трех человек пилота, штурмана, стрелка, но на большинстве только два человека. Самолеты используются плотными группами, как раи разъяренных хоз, и потому совсем не обязательно в каждом самолете иметь штурмана. Бомбовая нагрузка самолета меньше тонны, но каждый удар в упор. Оборонительное вооружение самолета Б-5H относительно слабое. Один-два пулемета для защиты задней полусферы. Оборонительного вооружения на ударных самолетах много не надо, по той же причине, по которой не требуется сильного истребительного прикрытия. Американские самолеты не имеют времени и возможности подняться в небо и отразить нападение Японии. Пять аж самолет чистого неба, в котором самолетов противника или совсем нет, или очень мало. Славно поработали легкие бомбардировщики на Кадзима в Перл-Харборе. Но на этом героическая страница и закрывается. Внезапный удар был недостаточно мощным, чтобы надолго вывести из войны американские флоты и авиацию, и в следующих боях, когда американцы пришли в себя, когда началась обыкновенная война без ударов ножом в глотку спящему, б 5 аж себя особенно не проявил. Производство этих самолетов еще продолжалось некоторое время. Всего их построили чуть более 1200, и на том их история завершилась. Б-5-H был создан для ситуации, когда ему никто в небе не мешает бомбить. Б-5-H страшен слабым и беззащитным, страшен при внезапном нападении, страшен, как стая свирепых кровожадных гиен, которые не отличаются ни особой силой, ни скоростью, но имеют мощные клыки и неожиданно нападают сворой на того, кто слабее, против того, кто не ждет нападения, и не готов его отражать. А при чем тут наш родной советский Иванов? А при том, что он почти точная копия японского воздушного агрессора Накадзима Б 5H. Летом 1936 года никто не мог предполагать, что случится в Перл-Харборе через пять лет. Летом 1936 года самолета Накадзима б 5 аж еще не было. Был только проект, который японцами не афишировался. Поэтому нельзя предположить, что советские конструкторы копировали японцев. Копирование требует времени. Даже если бы удалось украсть техническую документацию, а это горы бумаги, то все равно на перевод с японского потребовалось бы несколько лет. Накадзима B5H в Японии. И сразу несколько вариантов Иванова в СССР создавались почти параллельно. Первый полет Б-5 аж в январе 1937 года. Первый полет Иванова 25 августа того же 1937 года. Поэтому мы говорим не о копировании, а о двух самостоятельных процессах развития, которые очень сходны. Это не все. Были построены самолеты Иванов-Немана. Иванов Поликарпова, Иванов Сухого. Каждый конструктор ревниво оберегал все секреты от соперников, но у каждого советского конструктора вырисовывался все тот же крылатый шакал. Легкий бомбардировщик по виду, размерам и летным характеристикам, больше похожий на истребитель. Каждый советский конструктор, независимо от своих конкурентов, выбрал все ту же схему, низко несущий моноплан, двигатель один, радиальный, двухрядный, с воздушным охлаждением. Каждый советский конструктор предлагал свой вариант Иванова, но каждый вариант поразительно похож на своих незнакомых собратьев и на далекого японского брата по духу и замыслу. Это не чудо. Просто всем конструкторам поставили одну задачу ⁇ создать машину для определенного вида работы. Для той самой работы, которую через несколько лет проведут японские самолеты в небе Перл-Харбора. А раз работа предстоит та же самая, то и инструмент для ее выполнения каждый конструктор создает примерно одинаково. А кроме того, в ходе работ над проектом Иванов, чья-то невидимая, но властная рука, направляла тех, кто уклонялся от генерального курса. На первый взгляд, вмешательство на высшем уровне в работу конструкторов — это просто прихоти капризного барина. Например, некоторые изобретатели хотели ставить на опытные образцы по две огневые точки. Одна для защиты задней и верхней полусферы, другая для защиты нижней задней полусферы. Таких конструкторов поправили — Обойдем с одной точкой, заднюю нижнюю полусферу защищать незачем. Некоторые предполагали прикрыть экипаж и важнейшие узлы броневыми плитами со всех сторон. Их тоже поправили. Прикрывать надо только снизу и с бортов. Павел Сухой свой Иванов в первом варианте сделал цельно-металлическим. Попроще, — сказал чей-то грозный голос. — Попроще. Крылья пусть остаются металлическими, а корпус можно делать и фанерным. Упадет скорость — ничего, пусть падает. Странный вкус у товарища Сталина. Нет, это стальная логика. Мы наносим внезапный удар и давим авиацию противника на земле после этого летаем в чистом небе. Пилот прикрыт спереди широколобым двигателем воздушного охлаждения, который не чувствителен даже к пробоинам в цилиндрах. Осталось прикрыть экипаж снизу, из бортов, Нападать на наши самолеты сверху и сзади будут редко, значит, обойдемся одной пулеметной установкой. А уж перегружать лишней броней совсем незачем. И нижнюю заднюю полусферу защищать второй пулеметной установкой незачем. Мы подходим на низких высотах. Истребитель противника ниже нас оказаться не может. И вообще самолет противника в небе — это редкий случай. Некоторые конструкторы предлагали экипаж из трех человек — летчика, штурмана и стрелка. Опять одернули. Хватит двоих. Самолеты противника мы внезапным ударом уничтожим на земле, и потому стрелку в воздухе все равно делать будет нечего, и штурману работы немного. Потому что мы будем действовать плотными группами, как разъяренные осы. Смотри на ведущего, следуй за ним — Действуй, как он. Так что работу штурмана и стрелка можно совместить, за счет этого добавить бомбовую нагрузку. Все оборонительные возможности снижаются, все наступательные повышаются. Между советскими прототипами самолета Иванов и японским воздушным агрессором были различия Они диктовались с тем, что главное для Японии контроль над океаном, для нас контроль над континентом. Поэтому Иванов в варианте торпедоносца пока не разрабатывался, зато его возможности при нанесении внезапных ударов по аэродромам резко превосходили все то, что было на вооружении любой другой страны. В 1941 году Красная армия применила грозное и совершенно необычное оружие. Наземные, подвижные, реактивные установки залпового огня. БМ-8 и БМ-13, которые вошли в историю как сталинские органы или катюши. Они стреляли снарядами М-8, калибр 82 мм и М-13, калибр 132 мм. Залп... Нескольких установок. Это лавина огня со скрежетом, ревом и грохотом. Многие германские солдаты, офицеры и генералы свидетельствуют, что это было жуткое оружие. Реактивные снаряды М8 и М13 применялись также и со многих типов советских самолетов, в основном с ИЛ-2 и ИЛ-10. Но мало кто помнит, что реактивные снаряды первоначально разрабатывались для самолетов Иванов, группы которых должны были стать летающими батареями. Реактивные снаряды были грозным оружием, особенно если его применяли внезапно сразу десятки самолетов с предельно малой высоты. Летом 1936 года на Б-5 аж еще ни разу не поднимался в воздух, и о нем было мало известно. В конструкции японского самолета не было ничего рекордно-сенсационного, что могло привлечь внимание Сталина, но уже в 1936 году Сталин мыслил теми же категориями, что и японские адмиралы. Сталину нужен был именно такой самолет. И уже в 1936 году Сталин приказал своим конструкторам создать этот тип самолета, который в одно прекрасное утро появился в лучах восходящего солнца. Это был именно тот сценарий, по которому Сталин намеревался вступить в войну. Глава четвертая. Про плохого Молотова и хорошего Литвинова. Гитлер готовится к войне. Удар против Запада в более или менее близком будущем мог бы осуществиться лишь при условии военного союза между фашистской Германией и Сталином, но только наиболее бесшабашная часть русской белой эмиграции может верить в возможность такого абсурда или пытаться пугать им. Лев Троцкий. Бюллетень оппозиции. Номер 35. Страница 15. Для того, чтобы Вторая мировая война началась, Сталин должен был сделать, казалось бы, невозможное. Заключить союз с Гитлером и тем самым развязать Гитлеру руки. Сталин Гитлеру руки развязал. Делал это он не сам лично. Для таких дел у Сталина был заместитель Вячеслав Молотов. В сталинской пирамиде власти Молотов прочно занимал второе место после самого Сталина. В те времена лидеров на официальных церемониях и в прессе перечисляли не по алфавиту, а по положению, которое они занимали в системе власти. Список лидеров был барометром исключительной точности. Любая плошность и лидера оттирают к концу списка, а то и вовсе выгоняют с коммунистического олимпа в направлении лубянских подземных лабиринтов. Кровавые схватки за власть долгие годы как бы обходили первые и второе места иерархии, прочно занятые Сталиным и Молотовым. Борьба шла за третье, четвертое и все последующие места. Списки вождей появлялись почти каждую неделю. Состоялся парад вожди на параде, публикуется список. Через несколько дней прием, публикуется список и так далее. Однажды я собрал сто списков вождей в том порядке, которого они появлялись в прессе, быстро прокрутил на экране компьютера эти списки. Получился удивительный калейдоскоп. Сталин и Молотов постоянно и неизменно возглавляют список, а все те, кто идут за ними, в перманентной дикой драке. Пролетарские лидеры так и скачут по ступенькам власти, так и скачут, как черти в хороводе. С седьмого места на третье с третьего на пятое, с пятого на восьмое, с восьмого снова вверх и столь же стремительно исчезают, чтобы никогда больше в списке не появиться. Впечатление такое, что чья-то сильная рука тасует карты. Мелькают и Жданов, и Маленков, и Каганович. Исчезает Ежов, появляется Берия, и исчезает еще кто-то. Вот Хрущев всех растолкал, вот его оттерли, вот сцепились Вознесенский, Булганин, Микоян. Этот дикий пляс лучше воспринимается, если на полную мощь включить танец с саблями. А на вершине власти, где восседают Сталин и Молотов, покой и стабильность». Разделение обязанностей между Сталиным и Молотовым было точно таким, как разделение обязанностей из старшего и младшего в следственной группе НКВД. Сначала допрос ведет младший следователь, который без лишних слов порит под следственного плетью, пока кожа клочьями не слезет, выбивает зубы, резиновой палкой отбивает печень, почки. Младший исследователь завершает трудовой день и уходит, а допрос продолжает старший исследователь. Он добр, участлив и даже ласков. Он с удивлением узнает, что в этих стенах, в его отсутствии, кто-то нарушал социалистическую законность. Старший исследователь возмущен и обещает разобраться. Подследственный, почувствовав доброту и участие, готов рассказать свои обиды но потом снова появляется младший следователь. В тандеме Сталин-Молотов, Молотов играл роль младшего следователя, Сталин-старшего. Посмотрим на сталинские речи в преддверии террора, в его разгар и после. Найдем ли свирепый рык? Найдем ли требования крови и скальпов? Да нет же, найдем нечто совсем другое. Говорят о репрессиях против оппозиции. Что касается репрессий, то я решительно против них. Это говорит Сталин 19 ноября 1924 года. Или вот еще. Вы хотите крови товарища Бухарина, мы не дадим ее вам. Это тоже говорит товарищ Сталин на 14 съезде партии. Какие-то злодеи хотят крови товарища Бухарина, а добрый Сталин спасает товарища Бухарина от кровожадных извергов. Ну, до чего же добр наш старший исследователь? Не знаю, какие злодеи хотели бухаринской крови, но расстрелян он был по приказу доброго следователя Сталина. Распределение ролей между Сталином и Молотовым сохранялось не только во внутренней, но и во внешней политике. Во время международных конференций Молотов требует, настаивает, напирает. Все требования от недоброго Молотова, все уступки от доброго Сталина. Это принимало за чистую монету. Западные дипломаты верили, что вся злость от Молотова. Если бы не этот ястреб, все было бы чудесно. И мало кто понимал, Умри, Молотов, внезапной смертью, к примеру, перед Ялтинской конференцией, Сталин горевал бы долго, а потом все равно назначил бы на его место нового младшего следователя. Перед войной Сталин провел страну через три испытания — коллективизацию, индустриализацию, великую чистку. Каждый раз роль Сталина была ролью верховного существа, которое с недосягаемых вершин взирает на происходящее. А Молотов с 1930 года он еще и глава правительства осуществлял повседневное непосредственное руководство. Сталин руководил всем, а Молотов руководил тем, что в данный момент являлось самым главным событием. Именно так на войне делят обязанности. Командир держит под контролем все свои войска, а его первый заместитель отвлекается от побочных дел и руководит той частью войск, которые выполняют самую важную задачу. План индустриализации принимался съездом партии по докладу Молотова. В случае провала Сталин за индустриализацию не отвечал. Коллективизацией непосредственно руководил Молотов. За все головокружения от успехов товарищ Сталин тоже ответственности не нес. Надо старшему следователю отдать должное. Младшего следователя он старался сильно грязью не мазать. Грязь брызгала на Молотова только в самом крайнем, неожиданном случае. При любой возможности ответственность возлагалась на низшие эшелоны власти. Так вина за перегибы коллективизации легла на некоторых руководителей районного масштаба. Неоспорима роль Молотова в великой чистке. Ежов даже чисто формально был всего лишь одним из наркомов в правительстве Молотова. А если взглянуть на закулисную сторону чистки, то роль Молотова в ряде случаев вполне сравнима с ролью Сталина. Маршал Советского Союза Жуков так, например, пишет о Молотове. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталином и поддерживавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937-1938 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталином, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру. Великая чистка завершилась. Вино свалили на Ежова. Самого Ежова ликвидировали. Чистку назвали Ежовщиной. Молотов чист, Сталин тем более. Три страшных этапа прошли. Результат. Страна подчинена Сталину. Армия, НКВД, писатели и историки крестьяне и музыканты, генералы и геологи, дипломаты и все-все-все под контролем. Сельское хозяйство в руках партии. Бери из деревень хоть все и по любой назначаемой Кремлем цене, а можно и бесплатно. Промышленность дает продукцию, армия покорна, аппарат НКВД вычищен и готов к новым подвигам. Что дальше? Третий этап «Великая чистка» завершился в конце 1938 года. Страна готовится к новому этапу. Что теперь замышляет Сталин? Куда направит он усилия страны? Определить главное направление легко. Просто посмотреть, какую сферу деятельности Сталин теперь доверит Молотову. В мае 1939 года Сталин назначает Вячеслава Молотова народным комиссаром иностранных дел с сохранением должности главы правительства. Казалось бы, после Великой Чистки на втором месте должен стоять главный идеолог или главный инквизитор, главный планировщик на худой конец, но нет, на втором месте нарком иностранных дел. Этому факту может быть только одно объяснение. В ходе коллективизации, индустриализации и великой чистки коммунисты обеспечили равенство и братство в своей стране, и теперь их взор обращен на соседей. Соседям тоже надо обеспечить счастливую жизнь. В этом суть нового этапа, в этом смысл нового назначения Молотова. Мне могут возразить, если Сталин готовил великую освободительную войну, почему заставил Молотова заниматься внешней политикой? Логично было бы поставить Молотова во главе армии или военной промышленности. Возражений не принимаю. Сталин со своей точки зрения действовал правильно. Война лишь один из инструментов внешней политики. Войны выигрываются прежде всего благодаря политике. Надо найти хороших, надежных, богатых, мощных и щедрых союзников. Надо поставить союзников в такое положение, чтобы они помогли в любой ситуации, независимо от того, подписаны с ними договоры или нет. Надо так представить себя, чтобы все верили, Советский Союз всех боится, Советский Союз невинные жертвы, Советский Союз хочет мира и только мира. А если Советский Союз захватывает чужие территории, если советские чекисты стреляют людей тысячами, то это только ради прогресса. Дипломатия должна так поработать, чтобы Сталин подписал договор с Гитлером, но чтобы все при этом считали Гитлера агрессором и захватчиком, а Сталина жертвой. Чтобы все думали, будто Сталин идет на такой шаг вынужденно, другого выхода у него нет. Если дипломаты выиграют, то генералам останется только довершить. Но если дипломаты проиграют, если мир будет видеть в нашей стране только агрессора, который стремится к покорению соседей, то нашим генералам придется туго. Молотов казался великим дипломатом. Поставленную задачу выполнил. На политическом фронте победил. Без победы на политическом фронте победа в бою или невозможна, или бесполезна. Гитлер проиграл в сфере большой политики еще до того, как заговорили пушки. Ему надо было не скрывать концлагеря, а показать их всему миру, объявив, что они созданы ради прогресса. Ему надо было, как и Сталину, захватывать соседние земли, но представлять это как жестокую необходимость мы не хотели, но вынуждены. Ему надо было, как и Сталину, искать союзников за океаном, богатых, сильных и щедрых. А еще надо было, как Сталин, играть комедию, мол, сам Гитлер человек хороший и добрый, если б все от него зависело, жаль, что рядом с ним такой несговорчивый злой Риббентроп. В сфере большой политики Гитлеру и Риббентропу следовало учиться у Сталина и Молотова. Когда говорят о назначении Вячеслава Молотова наркомом иностранных дел, обязательно вспоминают его предшественника Максима Максимовича Литвинова. Про Литвинова принято говорить хорошо, Политику Литвинова вспоминают добрым словом. Вот, мол, был хороший человек Литвинов, всей душой к Западу, любил мир, хотел сближения, делал все возможное. А вот потом появился плохой Молотов и повел политику на сближение с Гитлером. Вот он-то этот плохой Молотов все и испортил. Со стороны, может, так и выглядело. Но если разобраться, то окажется, что политики Литвинова не существовало и не могло существовать. Литвинов — один из наркомов в правительстве Молотова. И проводил Литвинов не свою политику, а политику Молотова, точнее, политику Сталина. Литвинов выступал не от своего имени, а от имени советского правительства, главой которого был Молотов. Но на деле внешняя политика определялась не правительством, а решением Политбюро. Ведущими членами Политбюро были Сталин и все тот же Молотов. Литвинов ни членом, ни кандидатом в члены Политбюро не был. И вот потому к решению вопросов внешней политики допуска он не имел. Его роль — исполнять приказы Сталина и Молотова трудно согласиться и с тем, будто Молотов внезапно появился на международной арене вместо Литвинова. Нет, Молотов постоянно на сцене присутствовал, только из зала его было не видно. Он находился там, где в кукольном театре находится кукловод, который дергает за веревочки и произносит речи, воспринимаемые в зале как речи кукол. Молотов всегда стоял над Литвиновым, как могущественный член Политбюро, как глава правительства — над своим министром, как первый заместитель главного механика мясорубки. Если бы Литвинов осмелился хоть на шаг отступить от инструкции Сталина Молотова, то оказался бы там, где оказались многие из его коллег-дипломатов. Сам Литвинов никогда не претендовал на самостоятельную политику и постоянно это подчеркивал. Одно из многих свидетельств Майский в 1932 году отправляется с дипломатической миссией в Лондон. Максим Литвинов дает Ивану Майскому последние инструкции. Вы понимаете, конечно, пояснил Максим Максимович, что это не мои личные директивы, а директивы более высоких органов? Майский, кто помогал Гитлеру? Страница тринадцатая. Так говорил Литвинов за несколько лет до Великой Чистки. А уж во время Чистки Литвинов и подавно своевольничать не смел. Да и вообще он сохранил голову под сталинско-молотовским топором, потому что не только был покорен и предан, но и потому что имел достаточно хитрости эту покорность и преданность при всяком случае демонстрировать. Литвинов был выбран и выдвинут Молотовым не случайно. Когда Украина корчилась в судорогах голода, организованного Сталином, Молотовым, упитанная физиономия Литвинова была лучшим доказательством того, что они все в Советском Союзе голодают. Когда Сталин, Молотов, ограбив страну, закупали в странах Запада военную технологию, надо было иметь соответствующие отношения и с Америкой, и с Британией, и с Францией. Литвинов эти отношения налаживал и поддерживать имел. Не потому с Западом отношения были чудесными, что Литвинову так хотелось, а потому что Сталину Молотову нужна была военная технология. С Гитлером, кстати, по этой же причине контакты не рвали. А потом наступило время помощь Запада повернуть против Запада. Литвинов был больше не нужен, и его выгнали. И вот тогда из-за кулис вышел плохой Молотов и объявил, что комедия окончена, пора за комедию расплачиваться, а вместо комедии начинается трагедия. Но на этом история хорошего Литвинова не кончается. В 1941 году, после нападения Гитлера, снова потребовалась помощь Запада. Литвинова достали из-за печки и назначили заместителем Молотова. Задача — установить хорошие отношения с Британией и Соединенными Штатами, требовать от них помощи. Хороший Литвинов и с этой поставленной ему задачей справился. Глава пятая. Халхингол — это пролог. Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом все войны. Наоборот, он их предполагает. Ленин ⁇ военная программа пролетарской революции. 19 августа 1939 года Сталин принял решения, которые повернули мировую историю. Когда-то откроют архивы, и мы найдем много интересного, но главного не найдем. И вот почему. Сколько раз я вам говорил, делайте, что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов. Это слова самого Сталина. Он произнес их публично с трибуны 16-го съезда партии. В этом месте стенограмма фиксирует гомерический хохот всего зала. Делегаты съезда весело смеялись. Товарищ Сталин изволил шутить. Понятно, Сталин говорил не о себе, а о своих противниках, которые якобы руководствуются принципом не оставлять документов и следов. Но съезд зря смеялся. Сталин всегда приписывал противникам свои собственные намерения, принципы и методы. Своих противников Сталин чуть позже перестреляет. И почти всех делегатов 16-го съезда перестреляет а документы о его личном участии останутся в минимальном количестве и в очень секретных архивах. Ни один диктатор не может сравниться со Сталином в умении заметать следы личного участия в преступлениях. Как это делалось, рассказывает Анастас Микоян, который побил все рекорды выживания. Он состоял в ЦК с 1923 по 1976 год, то есть 53 года. Из них 40 лет являлся кандидатом или членом Политбюро. Вот как он описывает совещание у Сталина. Чаще всего нас было пять человек. Собирались мы поздно вечером или ночью и редко во второй половине дня. Как правило, без предварительной рассылки повестки, протоколирования или каких-либо записей по ходу таких заседаний не велось. Виж. 1976 год, номер 6, страница 68. Референт Сталина, генерал-полковник авиации Яковлев. На совещаниях у Сталина в узком кругу не было стенографисток, секретарей, не велось каких-либо протокольных записей. Цель жизни. Страница 498. Маршал Советского Союза Устинов во время войны был наркомом вооружения. На заседаниях и совещаниях, которые проводил Сталин, Обсуждение вопросов и принятие по ним решения осуществлялось нередко без протокольных записей, а часто и без соответствующего оформления решений. Во имя победы, страница 91. Другими словами, решения принимались, но на бумаге не фиксировались. Как в мафии. Маршал Советского Союза Жуков во время войны был заместителем верховного главнокомандующего, то есть Сталина. Многие политические, военные, общегосударственные вопросы обсуждались и решались не только на официальных заседаниях политбюро ЦК и в секретариате ЦК, но и вечером, за обедом, на квартире или на даче Сталина, где обычно присутствовали наиболее близкие ему члены политбюро. Воспоминания и размышления. Страница 296. Генерал-полковник Ванников был наркомом вооружения, затем наркомом боеприпасов. На заседаниях и совещаниях у Сталина существовала практика обсуждать вопросы и принимать по ним решения нередко без протокольных записей. Отсюда ясно, что освещение многих событий только по документам недостаточно и неполно, а в ряде случаев и не точно. Виш, 1962 год, номер второй. Совещания у Гитлера славились многолюдием. Все, что говорил Гитлер, фиксировалось для истории тремя стенографистками и личным историком. А у Сталина совещание не просто похоже на тайное сборище заговорщиков и конспираторов. Они таковыми были по духу и по существу. Здесь не оставлялись следов и документов. Поэтому, как учил нас Сталин, будем смотреть не на слова, которые от нас скрывают, а на дела, которые на виду. Если неопытный игрок садится играть в карты с шулером, то обычно допускает только одну ошибку. Берет карты в руки. В августе 1939 года в Москву прибыли британская и французская военные делегации для переговоров о совместных действиях против Германии. Правительство Британии и Франции повторили ошибку неопытных игроков. Сев за один стол со сталинскими шулерами, они проиграли переговоры. Ни британское, ни французское правительство намерений Сталина не поняли. А сталинский замысел прост — заставить Францию и Британию объявить войну Германии или спровоцировать Германию на такие действия, которые вынудят Францию и Британию объявить Германии войну. Германия и Франция имели общую границу, а Советский Союз был отделен барьером нейтральных государств — при любом раскладе, при любой комбинации сил, основные боевые действия могли быть между Германией и Францией при активном участии Британии, а Советский Союз формально мог быть на одной стороне, но фактически оставаться как бы в стороне от европейской мясорубки и мог ограничиваться посылкой экспедиционных сил. Переговоры со Сталином были для Франции и Британии проигрышными в любом случае. Советская страна могла использовать в своих политических целях все, начиная со списка членов дипломатических делегаций. Если бы Франция и Британия отправили в Москву делегации высокого ранга, то Сталин мог сказать Гитлеру, смотри, что тут против тебя затевается, а ну подписывай со мной пакт. Иначе, если бы Британия и Франция прислали в Москву делегации рангом пониже, то Сталин мог обвинить Британию и Францию в нежелании обуздать агрессора. В составе делегации сам нарком обороны товарищ Ворошилов, а вы кого прислали? Получив согласие от британского и французского правительства на переговоры, Сталин сразу оказался в ситуации, в которой проиграть нельзя. Для Сталина открылись две возможности. Или советская делегация будет выдвигать все новые и новые требования и доведет дело до того, что Британия и Франция будут вынуждены начать войну против Германии? Или переговоры сорвутся, и тогда Британию и Францию можно будет обвинить во всех смертных грехах, а самому подписать с Гитлером любой самый гнусный пакт. И советская делегация выдвинула требования. У нас нет общей границы с Германией. Нашим войскам нужны проходы через Польшу. Это требование было неприемлемым для Польши и ненужным для Советского Союза. Неприемлемым потому, что правительство и народ Польши уже знали, что такое Красная Армия и НКВД. Чуть позже Эстония, Литва и Латвия позволили разместить советские гарнизоны на своей территории и попали в коммунистическое рабство. Опасения польской страны были обоснованы и впоследствии подтвердились массовыми захоронениями польских офицеров на советской земле. Если б мы хотели мира, то никаких проходов в Польше нам не нужно. Член Политбюро, нарком обороны, маршал Советского Союза Ворошилов заявил на переговорах. Так как Советский Союз не имеет общей границы с Германией, путей вступления в соприкосновение с агрессором не имеется. Международная жизнь, 1959 год, номер 3, страница 157. Ну так и радуйтесь. Неужели Ворошилову и Сталину трудно понять, что отсутствие общих границ с гитлеровской Германией – это благо для страны? если конечно страна намерена обороняться или лучше всего вообще остаться в стране от войны но сталин не намеревался не обороняться не тем более оставаться вне войны коридоры через польскую территорию были нужны сталину с одной стороны для советизации польши с другой стороны коридоры давали возможность нанести внезапный удар в спину Германии в случае, если она ослабеет в войне против Франции, Британии и потенциально против Соединенных Штатов Америки. Никакого иного применения коридором через польскую территорию не придумать. Были и другие предложения советской страны. Давайте начнем войну против Германии не только в случае прямой германской агрессии, но и в случае косвенной агрессии. Что есть косвенная агрессия, известно только товарищу Сталину и его дипломатам. Если бы предложения советской делегации были приняты, то Сталин совершенно справедливо мог требовать от Британии и Франции выступления против Германии в ответ на любой внешний политический акт Германии. Формулировка растяжимая. При желании косвенной агрессии можно назвать что угодно. Сценарий войны в этом случае предельно упрощался. В ответ на любые действия Германии, Франции и Британии по требованию Сталина были бы вынуждены выступить против нее. Выступил бы и Советский Союз, но не со своей территорией, а с польской, что удобно и безопасно. В любом случае... Основные боевые действия развернулись между Францией и Германией, а потом свежие советские войска через польскую территорию наносят завершающие удары в спину Германии. Британия и Франция согласны на такой вариант? Нет? Тогда переговорам конец. Вы виноваты в их срыве. Делегации Франции и Британии, желая доказать серьезность своих намерений, сообщили советской стране сведения чрезвычайной важности, которые сообщать Сталину не следовало. Если Германия нападет на Польшу, Британия и Франция объявят войну Германии. Это была та самая информация, которую так ждал Сталин. Гитлер считал, что нападение на Польшу пройдет безнаказанно, как захватчик Словакии, а Сталин теперь знал, что Гитлера за это накажут. Так ключ к началу Второй мировой войны попал на сталинский стол. Сталину оставалось только дать зеленый свет Гитлеру. Нападай на Польшу, я тебе не буду мешать, а Франция и Британия объявят тебе войну. 19 августа 1939 года Сталин сообщил Гитлеру, что в случае нападения Германии на Польшу Советский Союз не только не останется нейтральным, но и поможет Германии. В Москву прибывает Риббентроп и 23 августа подписывает пакт с Молотовым о нападении на Польшу. Второй мировой войны могло и не быть. Выбор был за Сталина. У Сталина было две возможности. Первое. Независимо от позиции Британии, Франции или Польши официально объявить, что Советский Союз будет защищать польскую территорию как свою собственную. Польское правительство не желает советских войск на своей территории. В этом нет ничего страшного. Если Германия разгромит польскую армию и свергнет правительство, тогда Красная армия вступит на польскую территорию и будет воевать против Германии. Чуть раньше Советский Союз официально заявил, ⁇ Границу Монгольской Народной Республики мы будем защищать как свою собственную ⁇ Правда, 1 июня 1939 года. Слова не расходились с делом. Именно в тот день, 1 июня 1939 года, заместителя командующего Белорусским военным округом Камдива Жукова вызвали из Минска в Москву. Утром 2 июня Жукова встретил Хмельницкий, командир для поручения особой важности при Наркоме обороны, и сообщил, что маршал Рашилов уже ждет. После короткого инструктажа путь Жукова на восток где он защищал территорию Монголии от японской агрессии так, как защищал бы свою территорию. Именно так мог поступить Сталин и на своих западных границах. Официально и твердо заявить, что нападение на Польшу превратится в упорную и длительную войну, к которой Германия не готова. Была в августе 1939 года у Сталина и вторая возможность. Затянуть переговоры с Британией и Францией, и это было бы Гитлеру предупреждением. Нападай на Польшу. Но имей в виду вся Европа против тебя. Мы тут, в Москве, и о чем-то совещаемся. Нам достаточно блокировать Германию. Но Сталин выбрал третий путь. Гитлер, нападай на Польшу, я тебе помогу. Гитлер напал и получил мне помощь а войну со стороны Британии и Франции, что Сталину и требовалось. 19 августа 1939 года были приняты и другие решения исторической важности. В далекой Монголии Жуков подготовил внезапный удар по шестой японской армии. Принципиальное согласие на внезапный удар Сталин дал раньше, но теперь, когда все подготовлено, Жукову надо было получить разрешение окончательное. В тот момент были и другие варианты действий. Например, советским войскам стать в глухую оборону, а подготовленные наступления отменить. Наступление и риск. В случае удачи Япония получит урок на многие годы. В случае провала, весь мир. Заговорит о том, что Сталин обезглавил армию, и воевать она не способна. В случае провала Жукову можно расстрелять, но его кровью военного позора не смоешь. В субботу, 19 августа 1939 года, Сталин шифровкой передает Жукову одно только слово Добро. Через несколько часов Жуков наносит удар. Правда, там, в Монголии, в момент нанесения удара был уже не поздний вечер 19 августа, а воскресный рассвет 20. -го. В 5.45 под прикрытием соответствующего количества истребителей 153 советских бомбардировщика нанесли внезапный удар по позициям японских войск. Тут же заговорила артиллерия. Артподготовка была короткой, два часа сорок пять минут, но не бывало мощной. В ходе огневой подготовки советская авиация нанесла второй удар, и в 9.00 танковые клинья вспороли японскую оборону. Замысел Жукова был прост. Жуков провел классическую операцию на окружение, относительно слабый центр и две мощные подвижные фланговые группировки. Центр только сдерживает противника, а ударные группировки на флангах, не ввязываясь в затяжные бои, обходят очаги сопротивления, стремительно уходят вперед и соединяются позади противника. Через трое суток кольцо окружения вокруг японских войск сомкнулось, и начался разгром. Операция на Халхинголе блистательна и по замыслу, и по исполнению. Жуков рисковал, но риск себя оправдал. Жуков приказал вынести аэродромы как можно ближе к линии фронта. Это позволило самолетам брать меньше топлива, но больше бомб. Интенсивность использования авиации резко повысилась. Самолеты взлетали, еще не набрав высоты, бомбили, быстро возвращались, брали бомбы и вновь взлетали. А когда советские танки ушли далеко вперед, авиация могла их поддерживать без смены аэродрома в базировании. Жуков вынес к самому переднему краю госпиталей и базы снабжения, подачи боеприпасов. Топливо и всего самого необходимого для боя осуществлялось бесперебойно и быстро. Эвакуация раненых не требовала много времени. Через несколько минут после ранения солдат оказывался на операционном столе. Жуков вынес свои и все другие командные пункты к переднему краю, так что сам лично мог видеть панораму сражения. А когда войска ушли далеко вперед. Ему не потребовалось перемещать командный пункт вслед за войсками. Связь в основном осуществлялась по проводам, короткими, понятными только двум говорящим приказами и командами, а при подготовке наступления Жуков полностью запретил пользование радиосвязью. Операция готовилась в тайне. Каждый исполнитель получал указания только в рамках своих обязанностей и не имел представления ни об общем замысле, ни о размахе, ни о сроках начала наступления. Впрочем, многие не знали и о самом наступлении. Жуков обманывал не только японскую разведку, но прежде всего о своих собственных солдат и командиров. Они до самого последнего момента считали, что готовится оборона на длительный период. Если свои солдаты и командиры верили в это, то верил и противник. Дезинформация дала обильный результат. Во всей предшествующей японской истории не было столь ужасного поражения. Разгром шестой японской армии на Халхинголе имел стратегические последствия. Была остановлена японская агрессия направленной на Советский Союз и Монголию, и повернута в другую сторону. В 1941 году в критические для Советского Союза дни японские генералы, помни урок Халхингола, не решились напасть. Халхингол — это первая в XX веке молниеносная война, Бритскрик в чистом виде. Это первое в истории правильное применение танков крупными массами для ударов в глубину. Это пример небывалой концентрации артиллерии на узких участках фронта. Это образец абсолютной внезапности, сокрушающих ударов. За первые полтора часа сражения японская артиллерия не произвела ни единого выстрела, и ни один японский самолет не поднялся в воздух. Халхингол ⁇ начало восхождения Жукова. После возвращения Жукова из Монголии Сталин доверил ему самый мощный из советских военных округов – Киевский особый. А в феврале 1941 года назначил начальником генерального штаба. В этой должности Жуков готовил войну против Германии. На германской границе, только в неизмеримо большем масштабе, он повторил все то, что применил против японской армии. Жуков создал две сверхмощные, подвижные, ударные фланговые группировки во Львовском и Белостокском выступах. Кроме того, еще одну группировку для удара по Румынии. Жуков выдвинул аэродромы к самым границам и сосредоточил на них по сто, а иногда и по 200 самолетов. К самым границам Жуков выдвинул госпитали, базы снабжения, командные пункты. Жуков выдвинул к границам сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, запасных частей для танков и самолетов. Жуков почти полностью запретил пользование радиосвязи. Жуков сохранял свой замысел в абсолютном секрете, и мало кто в Красной армии знал, что же предстоит делать. При внезапном нападении противника все это имело бы катастрофические последствия. Вся деятельность Жукова в начале 1941 года воспринимается как серия просчетов и роковых ошибок. Но в 1942 году он повторит все эти ошибки при подготовке внезапного сокрушительного удара двух фланговых подвижных группировок под Сталинградом. И снова он вынесет аэродромы, командные пункты, базы снабжения и госпитали к переднему краю. Разгром шестой японской армии на Халхинголе, ошибки 41-го года и разгром шестой германской армии под Сталинградом — это стиль Жукова. Так действовал он и дальше. И каждая его операция — это внезапность, концентрация мощи, глубокие и стремительные прорывы — это его почерк. В начале июня 1941 года он готовил против Германии именно то, что готовил в августе 1939 года на Халхинголь, 19 августа 1939 года Сталин дал зеленый свет Гитлеру. Нападай на Польшу! 19 августа Сталин дал зеленый свет и Жукову. Наноси удар по шестой японской армии. 19 августа Сталин принял и другие решения. Однако советские историки доказывали, что в этот день никаких решений не принималось. И вообще заседание Политбюро 19 августа 1939 года вовсе не было. Каждая советская книга о начале войны этот момент особо подчеркивает. Не было в этот день заседания. Маршал Советского Союза Василевский несколько раз на выступлениях перед офицерами Министерства обороны и Генерального штаба повторял «Запомните, 19 августа 1939 года заседания не было». Директор Института военной истории генерал-лейтенант Джилин начинал свои лекции и заявления о том, что 19 августа 1939 года заседания не было. То же самое делали другие генералы, маршалы, историки, идеологи. Если сведения о заседании Политбюро не было, то надо было так и говорить. Мы об этом ничего не знаем. Если на заседании ничего серьезного не произошло, то следовало сказать, было заседание, но обсуждались невинные вопросы. Но указание было другим. Заседания не было, верьте нам, не было. И чтобы все поверили, была выпущена 12-томная официальная история Второй мировой войны. И заявлено. В этот субботний день, 19 августа 1939 года, заседания Политбюро вообще не было. Том 2, страница 285. Под этим подписались Институт военной истории Министерства обороны СССР. Институт марксизма-ленинизма При ЦК КПСС. Институт всеобщей истории Академии наук СССР. Институт истории СССР, Академии наук СССР и персонально. Маршалы Советского Союза Гречка, Куликов, Куркоткин, адмирал флота Советского Союза Горшков, член политбюро Громыко, первый заместитель председателя КГБ, генерал армии Цвигун, генералы армии Епишев, Иванов, Мальцев, Радзиевский, Штаменко генерал-полковник Желтов, ученые мужи с мировыми именами, Арбатов, Иноземцев, Федосеев, еще многие, многие, многие. Том консультировали и не возражали члены ЦК, генералы, профессора, член коры, академики, в их числе маршалы Советского Союза Багромян, Батицкий, Василевский, Москаленко, главный маршал бронетанковых войск Кротмистров, главный маршал авиации Кутахов, начальник ГРУ, генерал армии Ивашутин и многие-многие другие. Советские лидеры четко делились на две группы — тех, кого к тайне допустили, и тех, кого не допустили. Те, кто рангом поменьше проявляли безразличие, было заседание в тот день или не было, велика ли разница а посвященные при упоминании о заседании Политбюро 19 августа 1939 года вдруг превращались в зверей. Если бы у маршала Советского Союза Еременко были рога, то быть мне на тех рогах. В тот самый момент, когда я в разговоре заикнулся о заседании 19 августа, а через несколько лет... Поразила ярость, с какой маршал Советского Союза гречка с высокой трибуны доказывал, что 19 августа 1939 года заседания Политбюро не было. И думалось, да что это вы, товарищ маршал Советского Союза, так нервничать? Успокойтесь. А он гремел добрых двадцать минут. Не было заседания, не было, не было. Мне тогда стало жутко. Точно так убийца на суде кричал, что не было его в переулке, не было, не было. Пятьдесят лет нам доказывали, что заседания не было. И вот генерал-полковник Волкогонов 16 января 1993 года опубликовал статью в газете «Известия», в которой он признал, что было заседание в тот день. И он сам держал в руках протоколы. У нас есть разногласия с Дмитрием Антоновичем Волкогоновым, но я от всей души благодарен ему за поддержку. На мой взгляд, генерал-полковник Волкогонов совершил научный подвиг, сообщив всему миру, что в тот день заседание было. Правда, генерал-полковник Волкогонов говорит, что в протоколах сохранились только второстепенные вопросы. Прочитаем начало этой главы еще раз. Важные решения на бумаге не фиксировались. Но слишком круто был повернут руль внешней политики Сталина в тот день. Слишком резко изменен курс мировой истории, слишком много кровавых событий почему-то восходит своим началом именно к этому дню и потому остаюсь в убеждении, в тот день решения были приняты. Если нам не суждено увидеть их на бумаге, то последствия этих решений у нас на виду. Одной строкой в газете генерал-полковник Волкогонов уличил советских вождей, включая Сталина, членов Политбюро, маршалов, генералов, лидеров именитых институтов сокрытия правды. Генерал-полковник Волкогонов открыл, что все эти Арбатовы и Иноземцевы, Свигуны и Ивашутины, Рокоссовские и Федосеевы, Мальцевы и Куликовы лжецы и лжесвидетели. О заседании Политбюро они лгали не в разнобой, а хором по сговору. Если действительно 19 августа 1939 года на заседании Политбюро обсуждались лишь второстепенные проблемы, то стоило ли вождям и маршалам, научным светилам и возглавляемым ими институтом столь дружно пятьдесят лет лгать? Глава шестая. О министерстве боеприпасов. Несколько слов, товарищи, об отношении советских писателей к войне. Мы, писатели, надеясь в будущем по количеству и качеству продукции обогнать кое-какие отрасли промышленности, никак не собираемся обгонять одну отрасль, оборонную промышленность. Во-первых, ее все равно не обгонишь. А во-вторых, от такая хорошая и жизненно необходимая отрасль, что ее как-то неудобно обгонять. Михаил Шолохов из выступления на 18-м съезде партии 1939 год. Коммунистический переворот в 1917 году делался ради того, чтобы навсегда освободиться от государственной власти, в том числе от министров и министерств. Переворот совершили, министров истребили, министерства разогнали, а потом сообразили, что действия людей, пусть даже совершенно свободных, надо координировать. Вместо министров назначили народных комиссаров, а вместо министерств организовали народные комиссариаты, наркоматы. По существу ничего не изменилось, только бюрократии добавилось. В 1946 году, когда всем стало ясно, что мировая революция не состоялась, наркомы и наркоматы были переименованы в министерства и министров. Но в 1939 году надежды на мировую революцию еще были обоснованными, и потому использовались революционные термины «комиссары», «наркоматы» и так далее. Много лет производством вооружений ведал Наркомат оборонной промышленности. 11 января 1939 года он был упразднен, а вместо него создано четыре новых наркомата судостроительной промышленности, вооружений, авиационной промышленности, боеприпасов. Наркомат судостроения неофициально именовался наркоматом подводных лодок – Теоретически этот наркомат выпускал и гражданские, и военные корабли, но о практике дело обстояло так. К 1935 году все основные кораблестроительные заводы были переведены на строительство боевых кораблей. Виш, 1982 год, номер 7, страница 55. В 1939 году Германия вступила во Вторую мировую войну, имея 57 подводных лодок. Советский Союз, уверяют нас, вступать в войну не намеревался, но имел в сентябре 1939 года 165 подводных лодок. Может, что были плохие подводные лодки? Нет, подводные лодки были на уровне мировых стандартов. Некоторые проекты подводных лодок по советским заказам разрабатывались в фашистской Германии фирмой Дэшмак. Говорят, что Сталин доверял Гитлеру. Следовало бы разобраться, кто кому больше доверял. Строительство подводных лодок в Советском Союзе осуществлялось с использованием самой современной американской технологии при участии весьма именитых американских инженеров. Об этом есть великолепная книга Энтони Саттона ⁇ Национальное самоубийство ⁇⁇ Военная помощь Советскому Союзу ⁇ Говорят, что Сталин был доверчивым. Думаю, что Рузвельт страдал этим в большей степени. Кроме американских немецких, британских, итальянских, французских достижений. В судостроении использовались и отечественные технические решения. У нас тоже были талантливые инженеры. Вспомним хотя бы сверхмалую подводную лодку М-400 без обычного сочетания дизелей и аккумуляторных батарей. Лодка имела единый двигатель, который работал на искусственной газовой смеси. Лодка сочетала в себе качество обычной подводной лодки и торпедного катера. Она могла незаметно подойти к цели, внезапно всплыть и атаковать, как торпедный катер. А можно было тихо подойти к цели, в подводном положении, и атаковать, а затем всплыть и стремительно уйти. Стоит вспомнить и сверхмалую подводную лодку М-401. Заложена 28 ноября 1939 года. Спущена на воду 31 мая 1941 года. Она имела единый двигатель, работающий по замкнутому циклу. Были, были и другие достижения на уровне мировых и выше. С момента своего создания наркомат судостроения занялся работой чисто военной. Мало того, многие корабли, которые раньше построили для гражданских нужд, теперь вооружались и передавались в состав военного флота. Только одним решением СНК от 25 мая 1940 года в состав военных флотов передавались гражданские корабли в следующих количествах. Балтийскому флоту 74, Черноморскому 76, Северному 65, Тихоокеанскому 101 судно. Одновременно предприятия наркомата судостроения перешли на работу в две удлиненные смены, что фактически означало перевод на режим военного времени. Результат. На 22 июня 1941 года Советский Союз имел 218 подводных лодок в строю и 91 в строительстве. Кроме подводных лодок строились надводные боевые корабли, а еще надводные корабли закупались за рубежом. Пример. Перед войной на Черном море появился боевой корабль, поражающий изяществом форм и необычной краской. Люди, не знавшие, к какому классу кораблей принадлежит этот красавец, называли его «голубым крейсером». Но это был не крейсер, а лидер. Его имя Ташкент. О кораблях, достойных упоминаний в советской военной энциклопедии, обычно говорится, построен на одном из отечественных заводов. Про лидер Ташкент этого не сказано. Указаны только годы постройки и год вступления в строй, 1940 -й. Привычные слова пропущены потому, что краса и гордость Черноморского флота, лидер Ташкент, был построен в фашистской Италии, и снова вопрос, кто кому больше доверял. Понятно, лидер Ташкент был куплен без вооружения. Муссолини продал бы Сталину и вооружение, но в то время во всем мире не было ничего, что могло бы сравниться по характеристикам с советской 130 миллиметровой корабельной пушкой поэтому установка вооружения осуществлялась в Николаеве. Италия была не единственной страной, которая продавала Сталину боевые корабли. В мае 1940 года в Ленинград был приведен недостроенный германский крейсер «Людцов» и поставлен к достроечной стенке Балтийского судостроительного завода. Теперь Сталин уже спешил. Крейсер — это огромное и сложное сооружение. Его надо достраивать несколько лет, но не было времени вносить изменения в проект и устанавливать советское вооружение. Было решено полностью строить по германскому проекту и устанавливать германское вооружение. И Германия поставляла вооружение. Узнав об этом, отказываешься верить. Май 1940 года. Германский блиц крик в Западной Европе. Британский флот блокировал германское судоходство. Гитлеру оставалось ли воевать против Британии, а для этого нужен мощный флот, или искать мира с Британией, и для этого нужен мощный флот. Разъяренная Британия со слабым разговаривать не станет, а потребует убраться из оккупированных стран. Гитлер далеко отставал от Британии в области надводных кораблей. И вот он в это критическое время продает недостроенные, то есть самые современные свои корабли. Удивительное поведение Сталина. Он объявил себя нейтральным, а сам строит огромный флот, да еще и скупает боевые корабли у воюющих держав. Разгадка этим удивительным фактом проста. Уже в 1940 году Германия испытывала жуткую нехватку стратегического сырья. Морские пути были блокированы, и потому стратегическое сырье Гитлер мог покупать в достаточном количестве и ассортименте только у Сталина. В обмен Гитлер был вынужден продавать технологию и боевую технику, включая новейшие самолеты, пушки, корабли, аппаратуру связи, управление огнем и так далее. Сталин знал о критическом положении в германской экономике и мог Гитлеру стратегического сырья не продавать. В этом случае война в Европе быстро бы угасла, но Сталин хотел, чтобы война разгорелась, чтобы Франция, Британия, Германия и все остальные страны истощили себя войной. Сталин намеревался воспользоваться их слабостью и установить в истощенной Европе свои порядки. Для того Сталин и строил свой флот. Для того скупал боевую технику везде, где возможно. Для того питал Гитлера стратегическим сырьем. Могут спросить, а чего 200 сталинских подводных лодок? и вся остальная морская мощь не дали отдачи, которую можно было ожидать от самого сильного подводного флота мира. Ответ простой. Это была наступательная мощь. Это был инструмент, созданный для агрессивной войны. В оборонительной войне его было трудно или вообще невозможно использовать. На 18-м съезде партии командующий Тихоокеанским флотом флагман второго ранга Кузнецов Говорил, флот должен превратиться и превратиться, как и вся рабоче-крестьянская красная армия, в самый нападающий флот. Кузнецов выступал на съезде сразу после Михаила Шолохова. Шолохов потом за великий гуманизм получит Нобелевскую премию. А тогда на съезде за правильное отношение к военной промышленности и другие заслуги его ввели в состав ЦК вместе с Кузнецовым. Кузнецова, кроме того, назначили наркомом военно-морского флота. Это был самый талантливый из всех советских плотоводцев. После войны он получил звание адмирала флота Советского Союза. В советской истории только три человека имели такое звание. Кузнецов выполнил обещание съезду. Он превратил советский флот в самый нападающий. Но зачем? Ведь для оборонительной войны нужны были совсем другие корабли, с другими характеристиками. Охотники за подводными лодками, тральщики, сторожевые корабли, сетевые заградители. По приказу Кузнецова запасы снарядов, торпед, мин, корабельного топлива были переброшены к германским границам к румынским границам, в Лиепае, в речные порты Дуная. Там эти запасы были захвачены немцами. Лиепае находилась так близко к границе, что бои за город начались уже 22 июня. Оборону Лиепаи от нападения с суши никто не готовил. В Лиепае, кроме всего прочего, были сосредоточены и потеряны три четверти запасов топлива Балтийского флота. Не только система базирования советского флота была ориентирована на агрессивную войну, не только состав флота формировался исходя из агрессивных планов, но и вооружение кораблей соответствовало участию только в агрессивной войне. Советские корабли, обладая мощным артиллерийским и минно-торпедным вооружением, имели весьма слабые зенитные вооружения. В войне агрессивной, мощного зенитного вооружения кораблям не требовалось просто потому, что войну советские стратеги замышляли начинать внезапным сокрушающим ударом по аэродромам противника и подавлением его авиации. Война, вопреки замыслам, получилась оборонительной. Не мы нанесли первыми удар, а нам нанесли удар. Противник господствовал в воздухе, а у советских войск и кораблей слабое зенитное вооружение. От удара с воздуха в августе 1941 -го года сильно пострадал, к примеру, лидер Ташкент. Он был отремонтирован. В июне 1942 снова сильно поврежден авиацией противника, а в июле авиации потоплен. Но это только один из примеров. О флоте разговор впереди. А сейчас речь только о том, что наркомат судостроения был наркоматом военного судостроения. Имел задачу строить корабли с максимальной наступательной мощью и минимальной оборонительной, чтобы сделать советский флот самым нападающим. Наркомат авиационной промышленности тоже теоретически производил и военные, и гражданские самолеты. Но можно вспомнить десяток названий великолепных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, которые авиапромышленность выпускала тысячами. А вот вспомнить название гражданского самолета так просто не удается. Был один самолет, который можно в какой-то степени считать гражданским, да и тот создан не у нас, а в Америке. Это был лучший в мире транспортный самолет С-47, его строили у нас по лицензии и в качестве пассажирского, и в качестве транспортно-десантного. Так его и использовали и в военном, и в гражданском вариантах. Но для удобства все выпускаемые самолеты сразу на заводе красили в зеленый цвет, чтобы потом не перекрашивать. Наркомат вооружений в комментариях не нуждается. А вот наркомат боеприпасов ⁇ это нечто оригинальное. Оригинальные потому, что даже во время войны самые, как мы привыкли считать, агрессивные государства специального министерства боеприпасов не имели. В Германии, например, даже после вступления во Вторую мировую войну производством вооружений и боеприпасов ведали не два разных министра, а один. А Советский Союз в мирное время создал министерство, которое занималось исключительно одной проблемой только производством боеприпасов. В момент создания наркомата боеприпасов Советскому Союзу никто не угрожал. Япония имела мощную авиацию и флот, но сухопутная армия Японии была относительно небольшой, и вдобавок японская армия вела мало перспективную войну в Китае. Япония имела ограниченные запасы стратегического сырья. Советская разведка уже в то время докладывала правительству, что Япония может решиться на большую войну ради захвата источников сырья, но интересует японцев в первую очередь те районы, где уже налажены добыча и переработка этого сырья, ибо оно потребуется Японии немедленно. Другими словами, Япония будет бороться за контроль над южными территориями, а не полезет в Сибирь, где ресурсы неисчерпаемы, но их разведка, добыча и переработка требуют многих лет и огромных затрат. Еще в 1936 году советская военная разведка сделала вывод о том, что перед владением южными территориями Япония будет вынуждена какими угодно средствами нейтрализовать Тихоокеанский флот США, который является единственной угрозой японской экспансии в Южных морях. Короче говоря, советская разведка и генеральный штаб Красной армии не верили в возможность серьезной японской агрессии в Сибири и не боялись ее. Генеральный штаб, правительство, и сам Сталин не очень боялись и германской агрессии в начале 1939 года. Общей границы с Германией не было, и потому Германия не могла напасть. Создание наркомата боеприпасов в январе 1939 года не было ответом на германскую подготовку к войне. Советская разведка знала, что в тот момент германская промышленность работала в режиме мирного времени. Начальник ГРУ Иван Проскуров в июле 1939 года докладывал Сталину, что Германия не готова к большой войне. В случае, если Германия нападет только на Польшу, запас авиационных бомб Германии будет израсходован на десятый день войны. Никаких резервов в Германии больше нет. После войны в Германии вышла книга «Итоги Второй мировой войны», Среди авторов генерал-фельдмаршал Кёссельринг, генерал-полковник Гудериан, генерал-полковник Рендулич, генерал-лейтенант Шнейдер, контр-адмирал Гот и другие. Сравнивая оценки советской военной разведки и действительное положение вещей, мы должны признать, что советская военная разведка ошиблась. Запас авиационных бомб в Германии кончился не на десятый, а на 14-й день войны. Видимо, самое лучшее исследование о развитии германской армии во времена Третьего Рейха сделал генерал-майор Мюллер Гиллебрандт. Генерал сообщает, что в 1939 году главное командование сухопутных сил требовало создания запаса боеприпасов, которых хватило бы на 4 месяца войны. Однако таких запасов создано не было. Если четырехмесячный запас принять за сто процентов, то пистолетных патронов было запасено только тридцать процентов, то есть на тридцать шесть дней. Снарядов для горных орудий — пятнадцать процентов. Мин для легких минометов — двенадцать процентов, а для тяжелых минометов — десять процентов. Лучше всего обстояло дело со снарядами для тяжелых полевых гаубиц. Их запасли на два месяца войны хуже всего с танковыми снарядами. В сентябре 1939 года основным танком германского вермахта был Т-11 с 20-миллиметровой пушкой. Снарядов для этих танков было запасено 5% от требуемого четырехмесячного запаса, то есть на 6 дней войны. Несмотря на это, Гитлер не спешил проводить военную мобилизацию промышленности. Германская армия участвует в войне, которая становится сначала европейской, а потом и мировой, но германская промышленность все еще живет в режиме мирного времени. Советская военная разведка могла не знать полной картины положения с боеприпасами в Германии. Но в архивах ГРУ я нашел отчеты о запасах и потреблении цветных металлов в германской промышленности за все предвоенные годы. Эти сведения давали довольно четкую картину состояния германской промышленности. Коммунисты 50 лет внушали нам, что в 1939 году война была неизбежна, что мир катится к войне, и Сталину ничего не оставалось, как подписать пакт о начале войны. Анализ ситуации в германской промышленности, вообще и в области производства боеприпасов, в частности, позволяет утверждать, что ситуация была совсем не столь критической. Никуда мир не катился, и войны можно было бы избежать, если бы Сталин захотел. И еще. Если бы Красная армия в сентябре 1939 года выступила на стороне Польши, Сталин это ничем не грозило, и он это знал, то Гитлер мог потерпеть жестокое поражение просто из-за нехватки боеприпасов. Но Сталин не воспользовался слабостью Германии в тот момент. И странная игра Гитлера продолжалась. За зиму положение с боеприпасами в Германии несколько улучшилось, и в мае 1940 года Гитлер нанес сокрушительное поражение Франции. Снарядов хватило. Но если бы Сталин ударил по Германии в 1940 году, отбиваться Германии было бы нечем, ибо промышленность все еще не была мобилизована. Потом была знаменитая битва за Британию. Германская авиация в войне. Германская промышленность нет. Потом Гитлер напал на Советский Союз. И тут ему ужасно повезло. У самых границ он захватил огромные советские запасы. Без них он не смог бы дойти до Москвы. Мы уже знаем, с какой целью Жуков перебросил стратегические запасы к западным границам. Захватить сталинские запасы ⁇ большая удача для Гитлера. Но нужно было думать о переводе собственной промышленности на военные рельсы, а с этим Гитлер не спешил. Война в России — серьезный бизнес, и германской армии приходилось тратить снаряды в невиданных ранее количествах. Производство снарядов ни в коей мере не соответствовало потребностям армии. Генерал-майор Мюллер Гилле Брандт приводит целые страницы вопиющей статистики. Вот просто наугад некоторые цифры из многих тысяч им подобных. В октябре 1941 года в ожесточенных боях против Красной армии германская армия израсходовала 561 тысячу 75-миллиметровых снарядов, а промышленность за тот же период произвела 76 тысяч этих снарядов. В декабре израсходовано 494 тысячи, получено от промышленности 18 тысяч. Это не могло продолжаться долго. Германскую армию спасало только то, что в тот момент Красная армия сидела на голодном пайке. Сталин быстро создавал новую промышленность, а германские генералы уговаривали Гитлера начать мобилизацию германской промышленности. Гитлер только на словах был сторонником пушек вместо масла. 29 ноября 1941 года министр вооружений и боеприпасов в Германии тот заявил Гитлеру, что война в военном и экономическом отношении проиграна. Тот еще не знал, что через неделю Сталин начнет грандиозное зимнее наступление. Считалось, что у Сталина силы исчерпаны, но даже и не зная все остроты ситуации, еще до начала русской зимы министр бьет тревогу и требует от Гитлера поисков путей для прекращения войны, которая ничего хорошего Германии не сулит. Но Гитлер не спешил. В декабре Сталин наносит мощные удары, в декабре Гитлер объявляет войну Соединенным Штатам. Кажется, сейчас он должен начать перевод промышленности на режим военного времени. Но Гитлер снова выждает. И только в январе 1942 года он принимает решение о начале перевода германской промышленности на нужды войны. Вся разница между Сталиным и Гитлером в том, что Гитлер сначала ввязался в войну против всего мира. Отвоевал более двух лет и потом начал мобилизацию промышленности на нужды войны. Сталин действовал как раз наоборот. Всеми силами Сталин старался оттянуть момент вступления Советского Союза в войну, но мобилизацию промышленности, ее перевод на режим военного времени, начал еще в январе 1939 года. Глава седьмая. партия в сапогах. Никто из них не видел истинных масштабов организационной подготовки, проводимой генсеком через аппарат. Антонов Овсеенко, портрет тирана, страница 46. Сталин ходил в сапогах, в полувоенной одежде. Сталинская партия подражала вождю, обувалась в сапоги, одевалась в полувоенную одежду. Посмотрите на фотографии Кирова, Маленкова, Кагановича. Не только внешним видом партия напоминала армию. Сталин так объяснял ее структуру. В составе нашей партии если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около трех-четырех тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. Далее идут тридцать-сорок тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Далее идут сто-сто пятьдесят тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство. Правда? 29 марта 1937 года. Партия отвечала взаимностью. Маршал мировой революции, товарищ Сталин. В 30-х годах партия процветала. Кровопускания и шли на пользу. Без них партия загнивала. В конце 1938 года завершилось великое партийное кровопускание и цветущая партия вступила в новый этап своего существования. Новый этап начинается восемнадцатым съездом. Некоторые западные историки этот съезд прямо называют съездом подготовки к войне. Каждый, кто сам листал газету «Правда» тех дней, подтвердит все о войне, но ни слова о войне оборонительной. Если об обороне и говорилось, то только в контексте упреждающего удара и молниеносного переноса войны на территорию противника. От слов на съезде переход к делу был прямым и коротким. Структура партии, райкомы, горкомы, обкомы, ЦК союзных республик был структурой управления государством. В начале 1939 года во всех подразделениях партийной структуры от Райкома и выше создаются военные отделы. Через военные отделы партия берет под контроль процесс подготовки к войне. Военные отделы направляют и контролируют процессы накопления мобилизационных запасов, перевод промышленности, сельского хозяйства и транспорта на режим военного времени. Через военные отделы партия руководит многосложным и многотрудным процессом подготовки населения к войне. Коммунистическая партия заскрипела офицерскими сапогами и генеральскими портупеями еще громче, чем раньше. Законодатели партийной моды рекомендовали серо-зеленый цвет, защитные гимнастерки, шинельные окном и усилилось переплетение. Перспективных военных на работу в партийные комитеты, партийных лидеров в Красную армию. На самом верху, в Центральном комитете партии, военным отдали необычайно много мест. В состав ЦК в начале 1939 года вошли аравы лидеры армии, флота и военной промышленности. Чуть позже, в начале 1941 года, был еще один набор генералов и адмиралов в состав ЦК. Грань между партией и армией стиралась и различалась все труднее и труднее. Партия руководит военным строительством, генералы заседают в ЦК партии. 7 мая 1939 года приказом Наркома обороны СССР на военно-политическую академию РКК была возложена ответственность, помимо ее основной деятельности, за военную переподготовку партийных руководителей высокого ранга. Для партийных товарищей меньшего калибра были организованы курсы военной подготовки при штабах военных округов армии корпусов, дивизий. 29 августа. 1939 года Политбюро приняло постановление об отборе четырех тысяч коммунистов на политработу в РКК. Дальновидные товарищи в Политбюро начали мобилизацию коммунистов еще до того, как мобилизация была официально объявлена Верховным Советом СССР. Интересно получается, 23 августа с Гитлером подписали договор о ненападении. Логично было бы в соответствии с договором проводить не мобилизацию коммунистов, а демобилизацию. Не призывать в армию тысячи людей, а увольнять их из армии. Цифра четыре тысячи коммунистов смущает, ведь немного. Однако за этой скромной цифрой скрываются события весьма грозные. Мы же не о рядовых коммунистах говорим. Работягу, который из дуру вступил в партию, призывают в армию повесткой военкомата. В 1939 году в армии было около 180 тысяч коммунистов, а к лету 1941 года 560 тысяч 800. За два года в армию призвали минимум 380 тысяч рядовых коммунистов. Для этого постановления Политбюро не требовалось. Постановлением Политбюро в армию призывают не простых коммунистов, а так называемых ответственных работников, то есть номенклатуру партии. А много ли от них в армии толку? От толстопузых. Да и по профессии все они не полководцы, а администраторы, бюрократы. Стоит ли внимание уделять этим горе-воякам? На мой взгляд, стоит. Их же не с винтовками в руках воевать посылают, а на политработу. Самый низший уровень, на котором в те времена существовала должность офицера-политработника, — рота. Если бы четыре тысячи коммунистов посылали на партийную работу только на уровне рот, то и тогда следовало сформировать четыре тысячи новых рот. Однако уже в 1939 году было внесено предложение должность офицера-политработника на ротном уровне ликвидировать. Это предложение было одобрено, и в 1940 году должности политработников на ротном уровне начали сокращать. Должности офицеров-политработников оставались только на уровне батальонов и выше. Рассмотрим последствия такого сокращения штатов на примере. Генерал-полковник Сандалов описывает маленькую совсем деталь в общей картине тайной мобилизации Красной Армии. Речь идет о неприметном кусочке советско-германской границы, вблизи которой несут службу четыре пулеметно-артиллерийских батальона, по 350-400 солдат в каждом. Проводятся незаметные мероприятия, и вскоре на этом участке уже не четыре, а пять батальонов. Но в каждом батальоне по полторы тысячи солдат. Виш, 1988 год, номер 11, страница 7. Было на этом участке где-то 1400-1600 солдат, а стало, при добавлении одного батальона, 7500. Офицеров-политработников было 20, 4 на батальонном уровне и 16 на ротном, осталось 5. После тайной реорганизации количество солдат увеличилось в пять раз, а число офицеров-политработников сократилось в четыре раза, ибо в каждом батальоне остался только один офицер-политработник, остальные — пятнадцать. Экономия. Их можно использовать теперь для формирования новых батальонов общей численностью 22 500 солдат. Этот процесс характерен для всей Красной Армии. Количество войск резко возрастает, а офицеры-политработники при этом освобождаются. Их немедленно используют для укомплектования новых батальонов, полков, дивизий, корпусов, армий. Кроме того, политические училища готовят тысячи новых политработников по ускоренным программам высший политический состав готовит военно-политической академии рост армии настолько стремителен, что политработников все равно не хватает и тогда призывают из запаса тысячи ранее подготовленных политработников. в начале 1941 года например 11 тысяч человек история великой отечественной войны советского союза том 1 страница 461. Но призывали политработников-резервистов и в предыдущие два года. Это сколько же новых батальонов можно укомплектовать? Политработников-резервистов, понятно, призывали без постановления Политбюро. Но в дополнение к ним Политбюро принимает решение послать в армию тысячи своих номенклатурных работников, и если все это принять во внимание, то картина вырисовывается вполне серьезно. Понятно, что номенклатуру, призванную в армию, использовали не на батальонном уровне и вряд ли на полковом. Все это усиление политических органов существующих и вновь создаваемых дивизий, корпусов, армий, фронтов. Но это не единственное и не главное назначение призываемых в армию номенклатурных администраторов. И не так глупа партия, чтобы делать из них полководцев. У них другое назначение. При военных советах армии и фронтов формируются группы особого назначения ОС — нас. Подробно об этом автор пишет в книге «Первый ледокол». Мы уже знаем, что мотострелковые дивизии ОСНАС НКВД создавались для советизации новых районов. Одна дивизия ОСНАС НКВД может навести революционный порядок в любом районе, но управлять районом могут только профессиональные администраторы. Вот именно для этого и создаются группы особого назначения. Постановление Политбюро о призыве в армию тысяч коммунистов было принято 29 августа 1939 года, а через 19 дней Красная армия вступила в Польшу. На освобожденных польских территориях новая коммунистическая администрация заработала как хороший механизм, созданный рукой талантливого мастера. И при освобождении Эстонии, Литвы, Латвии никаких проблем. В Финляндии проблемы. И потому группы особого назначения из ответственных работников партии не потребовались, вернее, потребовались, но не в полном составе. А генеральскими сапогами скрипят уже не только ответственные партийные товарищи районного или областного масштаба, Генеральскими сапогами заскрипели и сами члены Политбюро. Есть великолепная фотография, сделанная 29 сентября 1939 года. Хрущев в генеральской форме, но без знаков различия, на освобожденных польских территориях с восточного берега реки Сан смотрит на сторону, освобожденную Гитлером. Вокруг Хрущева угодливые комиссары. Должность Хрущева — член военного совета Украинского фронта. Это именно ему подчинялись группы особого назначения. Фронтом командовал Тюленев. Обязанности Хрущева — присматривать за Тюленевым, руководить нежестоящими комиссарами, насаждать счастливую жизнь на освобожденной земле. На немецкий берег Хрущев глядит весело, без страха. Генерал армии Тюленев вспоминает, что Хрущев сказал в тот исторический момент. А сказал он слова простые и всем понятные. Наша армия — армия-освободительница, и этим должно быть проникнуто сознание каждого нашего бойца и командира, этим должно диктоваться ее поведение на польской территории. Ну, а немцы... Никита Сергеевич весело прищурился. Им мы линию поведения диктовать не будем. Если у них не возьмет верх благоразумие, пусть пеняют на себя. Через три войны, страница 132. Это публиковалось при жизни Хрущева, при хрущевской власти. Хрущевым не опровергалось и хрущевской цензурой не запрещалось как вела себя на польской территории армия-освободительница и чем руководствовалась, мы видим на примерах массовых захоронений польских офицеров. Совершалось это по приказам коммунистической партии основной руководящей и направляющей силы, обутой в офицерские сапоги. И совсем не об обороне, говорит веселый Хрущев на новой советско-германской границе, а о грядущем возмездии фашизму, мол, пусть творят преступления, а судьями будем мы. Ничего оригинального в его словах нет. Это чистой воды марксизм, ленинизм, троцкизм, сталинизм. Маркса я даже цитировать не буду. Вся его переписка с Энгельсом пропитана одной идеей. Пусть совершаются преступления, и чем больше преступлений, тем лучше. И Ленин подхватил именно этот мотив. Пусть зверствует буржуазия. Чем больше ожесточения и зверства с ее стороны, тем ближе день победоносной пролетарской революции. Правда, 22 августа 1918 года. Эту марксистско-ленинскую мысль постоянно повторял и Троцкий, уже применительно не ко всем врагам вообще, а к германскому фашизму конкретно. Советские Соединенные Штаты Европы. Единственно правильный лозунг, указывающий выход из европейской раздробленности, грозящий не только Германии, но и всей Европе полным хозяйственным и культурным упадком. Чем больше фашисты будут иметь в глазах социал-демократических рабочих и вообще трудящихся масс вид наступающей страны, а мы обороняющиеся, тем больше у нас будет шансов. Бюллетень оппозиции 1930 год, номера 17-18, страница 53. Мысль ясна. Если Европу не сделать единой и советской, то ждет ее нищета и вырождение, но пусть фашисты наступают первыми. Это сказано до прихода Гитлера к власти. И сказано это именно о германском фашизме. Троцкий расходился со Сталином и его придворными но только в деталях. Центральная идея о ледоколе революции здесь выражена так же четко, как у Ленина, как у Сталина. Коммунистическая партия не зря була сапоги, в августе 1939 года и через месяц на берегах реки Сан не намерена была их снимать. Хрущев в сентябре 1939 года говорил то, что говорили до него основоположники. Разница в том, что Хрущев говорит не в тиши кабинета, а на германской границе. 13 марта 1940 года Политбюро приняло постановление о военной переподготовке переаттестовании работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РКК. Понятно, постановление в тот момент было секретным. Его опубликовали частично только в 1969 году КПСС о вооруженных силах Советского Союза. Документы, страницы 296, 297. Согласно этому постановлению, ответственные работники аппарата ЦК ВКПБ находятся на персональном учете Наркомата обороны и Наркомата военно-морского флота и мобилизуются для работы в РКК и РККФ решением ЦК ВКПБ по представлениям Наркомата обороны, Наркомата военно-морского флота и управления кадров ЦК ВКПБ. Пункт четвертый постановления предписывает Наркомату обороны провести переаттестование и присвоение военных званий работникам партийных комитетов. Генерал армии Епишев сообщает, что за год переподготовку прошло около 40 тысяч партийных работников. Партия и армия, страница 163. Делалось это тихо, без огласки. Результат весь руководящий состав партии прошел переподготовку, переаттестацию с присвоением воинских званий. Вся номенклатура была поставлена на персональный воинский учет. Любого партийного руководителя, начиная с ответственного работника ЦК, в любое время могла забрать Красная Армия, правда, спросив разрешения у товарища Сталина. Товарищ Сталин разрешал. Номенклатурных работников по одному и малыми группами забирают в армию. Со стороны не видно. Там одного забрали, тут одного забрали. Потом вдруг постановление Политбюро от 17 июня 1941 года об отборе 3700 коммунистов на политическую работу в РКК. Идет сосредоточение советских войск на границах Германии и Румынии. Точно как в августе 1939 года на границах Польши. В 1939 году, через 19 дней после постановления о призыве номенклатуры в РКК, Красная Армия нанесла удар. Сценарий повторяется. Если от даты нового постановления отсчитаем 19 дней, то как раз попадем в 6 июля 1941 года. Эту дату я называл раньше. Смотри книгу первую ⁇ Ледокол ⁇ В этот день Красная армия должна была нанести удар по Германии и Румынии. Девятнадцать дней не совпадения. Планы заранее составлены на все предыдущие и последующие дни. Время пущено, как перед стартом ракеты. По заранее отработанному графику проводятся сотни разных действий и операций. И для каждого действия в графике точно определено время. По расчетам и планам в день М-19, то есть 17 июня 1941 года, надо направлять номенклатуру в армию. Этот механизм отсчета дней отработан на учениях и предыдущих освобождениях. В июне 1941 года он снова пущен в ход. Детонатор мины, заложенный под Европу, начал отсчитывать время. Постановление, как все подобные ему, было секретным. О его существовании стало известно через много лет после окончания войны. Да и то название опубликовано, а текст скрыт. Но об этом наборе номенклатуры известно несколько больше, чем о наборе четырех тысяч коммунистов в августе 1939 года. Например, известно, что в этом наборе был секретарь Днепропетровского обкома по оборонной промышленности Леонид Брежнев. В армию Брежнев попросился утром 22 июня 1941 года. Просьба его была немедленно удовлетворена, хотя для этого нужно было минимум решения ЦК. Сомнительно, чтобы ЦК в воскресенье утром 22 июня принимал решение быстро и оперативно. Скорость, с которой определилась судьба Брежнева, объясняется только тем, что вопрос был решен заранее. 22 июня Брежневу только подтвердили «действуй по ранее полученным указаниям», и Брежнев попадает в распоряжение военного совета Южного фронта. Решение о создании Южного фронта утверждено Сталином 21 июня 1941 года, а вся предварительная работа проведена заранее. Южный фронт меня интересовал особо. Он создавался для нанесения удара по Румынии, для захвата нефтяных месторождений Плаэшти. Командовать фронтом Сталин назначил того же Ивана Тюленева, с которым Хрущев в сентябре 1939 года на новой германской границе делился мыслями о будущем Европы. Летом 1941 года Тюленев уже имел пять генеральских звезд. В Польше во время освободительного похода он показал себя хорошо, и вот новые назначения — Румыния. Подготовка Красной Армии к освободительным походам в 1939 и 1941 годах проводилась по одной программе. Правда, в 1941 году Гитлер нанес упреждающий удар, и поход не состоялся. В 1941 году, как и в 1939, при военных советах фронтов и партийных бюрократов были сформированы группы особого назначения ОСНАС. Задача проведения советизации. После германского нападения, несколько месяцев, группы особого назначения оставались в бездействии. На своей территории в оборонительной войне они не нужны. Когда стало окончательно ясно, что освободительная война не состоялась, группы особого назначения разогнали. Партийным администраторам нашли другую работу в армии. Группы советизации меня интересовали особо, и вот в архиве я нашел список группы особого назначения при военном совете Южного фронта. В группе среди других Леонид Ильич Брежнев, будущий генеральный секретарь и маршал Советского Союза, до слез было обидно. Копию в архиве снять нельзя, ибо находка не соответствовала теме моего официального исследования, которое я проводил для отвода бдительных глаз. Хотел вырвать страницу. Совесть моя в той ситуации не протестовала. Все равно в архивной пыли документ пролежит невостребованным сто лет, а потом никому не будет нужен, а я, может быть, донесу его до людей. Но не вырвал ту страницу и много лет жалел, ругал себя за трусость и нерешительность. Если рассказать, что Брежнев был в группе ответственных работников, которым предстояло устанавливать счастливую жизнь в Румынии, но не представить доказательств, так кто же поверит? Сам Брежнев в начале семидесятых мемуары писать еще не намеревался, а если бы и намеревался, не приходилось надеяться, что он о группе Оснас вспомнит. Потом мемуары Брежнева появились. Схватил книгу с надеждой. Может, о группе особого назначения все-таки вспомнит? Нет, не вспомнил. Прошло еще четыре года, и появилась красочная книга «Восемнадцатое в сражениях за Родину. Боевой путь восемнадцатой армии». Книга, подготовленная Институтом военной истории с явным намерением угодить Брежневу. Вышла книга при живом Брежневе. Прошла книга и военную цензуру, и цензуру ЦК, и в книге «Черным по белому» на странице одиннадцатой. До середины сентября 1941 года Леонид Ильич входил в группу особого назначения при военном совете Южного фронта. Брежнев вскоре ушел в мир иной, страницу одиннадцатую мало кто прочитал. И сама книга не бестселлер, и без нее надоела биография дорогого Леонида Ильича. А, по-моему, даже и в такой серой биографии можно отыскать удивительные моменты. В английском языке есть выражение ⁇ Одеться для убийства ⁇ Употребляется в переносном значении. Для описания коммунистической партии Советского Союза в предвоенные годы это выражение можно использовать в прямом смысле. Коммунистическая партия была превращена из полувоенной в чисто военную организацию. Вожди партии верхнего, среднего и низшего уровня, включая и Сталина, и Хрущева, и мало кому тогда известного Брежнева, все были мобилизованы на освободительную войну. Глава восьмая. До самого конца. Сталин оказался редким стратегом, планирующим историю, феноменальным тактиком, организующим победы под чужим знаменем и чужими руками. Авторханов. Происхождение портократии. Страница 356. Был только один человек, которого Сталин называл по имени и отчеству. Этого человека звали Борис Михайлович Шапошников. Воинское звание маршал Советского Союза, должность начальник генерального штаба. Всех остальных было принято называть товарищ Ежов, товарищ Берия, товарищ Маленков, товарищ Жданов. Маршалов Сталин называл товарищ Тухачевский, товарищ Блюхер, товарищ Егоров а Шапошникова, который еще на такой высоте не стоял, называл по-дружески, по-человечески. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов так вспоминает. Сталин никого не называл по имени и отчеству. Даже в домашней обстановке он называл своих гостей по фамилии и непременно добавлял слово «товарищ». И к нему тоже обращались только так «товарищ Сталин». Если же человек, не знавший этой его привычки, ссылаясь, допустим, на Жданова, говорил, «Вот Андрей Александрович имеет такое мнение». Сталин, конечно, догадываясь, о ком идет речь, непременно спрашивал, «А кто такой Андрей Александрович?» Исключение было только для Шапошникова, его он всегда называл Борисом Михайловичем. Накануне, страница 280-я. Исключительность положения Шапошникова подчеркивалась Сталином и ранее, когда Шапошников еще не имел маршальского звания, когда он не был начальником генерального штаба. И объяснялось это очень просто. Он был автором книги «Мозг армии». Книги о том, как работает генеральный штаб. Последняя, третья часть вышла в 1929 году, и пока существовала советская армия, эта книга была учебником для каждого советского офицера и генерала. На столе у Ленина всегда лежала книга Гюстава Лебона «Психология народов и масс», а на столе у Сталина стоял макет маленького серебристого самолета с надписью «Сталинский маршрут» и лежала книга Шапошникова «Мозг армии». Успех книги Шапошникова в четкости изложения материала, кристальной ясности доказательств, в умении объяснить самые сложные проблемы простым, понятным каждому языком. Самая сильная часть книги — третья, завершающая. В третьей части — Шапошников исследует вопросы мобилизации. Неблагодарное занятие пересказывать чужие труды, тем более труды выдающегося военного теоретика, но мне приходится это делать, ибо в теории Шапошникова ключ к пониманию событий, включая Вторую мировую войну и все ее последствия. Теория была простой, понятной, логичной и, несомненно, правильной. Сталин понял ее, оценил и положил в основу стратегии. Вот почему, читая труды Шапошникова, его сподвижников и оппонентов, понимая ход его мыслей, мы начинаем понимать ходы Сталина, которые на первый взгляд кажутся непонятными и необъяснимыми. Если выжить из теории мобилизации самое главное и объяснить ее человеку с улицы, то есть не специалистам, то суть ее вот в чем. Первое. Для победы в войне необходимо усилие не только всей армии, но и всей страны, всего населения, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и так далее. Второе. Страна не может находиться в постоянной и полной готовности к войне, как человек не может постоянно держать в каждой руке по пистолету. Если он их держит все время, значит, он не может делать ничего другого. Так и страна не может находиться в постоянной готовности к войне и все свои силы тратить на подготовку к войне. Постоянная концентрация сил общества на подготовку войны разоряет страну. Поэтому в мирное время армия и военная промышленность должны съедать минимум. Однако надо готовить страну, ее народ, аппарат управления, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, системы связи, идеологический аппарат и так далее к максимально быстрому и максимально полному переходу с режима мирной жизни на режим войны. Третье. Мобилизация — это перевод всей страны с мирного положения на военное. Мобилизация необратима. Образно выражаясь, мобилизация — это примерно то же самое, что выхватить из кобуры пистолет и навести его на противника, одновременно взводя курок. Четвертое. Мобилизация и война неразделимы. Если вы выхватили пистолет, навели на противника и взвели курок, то надо стрелять. Ибо как только вы начали мобилизацию, противник начинает свою мобилизацию. Вы выхватываете пистолет и наводите на врага, и враг выхватывает пистолет и наводит на вас, стараясь обогнать хоть на долю секунды. Если вы опоздаете на ту самую долю секунды, враг вас убьет. Пятое. С мобилизацией нельзя играть. Если вы будете часто хвататься за пистолеты и наводить их на соседей, взводя курки, это плохо кончится для вас. Простое. Решившись на мобилизацию, надо твердо идти до конца, начинать войну. Седьмое. Мобилизация не может быть частичной. Мобилизацию можно сравнить с беременностью женщины. Нельзя быть немножко беременной. Вопрос ставится, да или нет? Переводим весь государственный аппарат, промышленность, транспорт, вооруженные силы население и все ресурсы государства на нужды войны или не переводим. Эти мысли в разной последовательности высказаны разными авторами. Шапшников отличается от всех предшественников только тем, что выражался предельно ясно, кратко, категорично. Мобилизация является не только признаком войны, но и самой войной. Приказ правительства об объявлении мобилизации есть фактическое объявление войны. В современных условиях мобилизующееся государство должно заранее принять твердое решение о ведении войны. Под общей мобилизацией понимается такой факт, когда уже не может быть возврата к мирному положению. Мы считаем целесообразным видом мобилизации только общую, как напряжение всех сил и средств, необходимых для достижения победы. Книга завершается решительным заявлением. Мобилизация есть война, и иного понимания ее мы не мыслим. Сталин не просто разделял взгляды Шапушникова. Сталин имел те же самые взгляды. Сталин не делал различий между процессом захвата власти в своей стране и в стране соседней. Он знал, как надо захватывать власть в своей стране, и готовился ее захватить и в соседних странах сталин не держал своего искусства в секрете наоборот свое искусство он делал достоянием масс в книге об основах ленинизма сталин доказывает что в деле захвата власти игры недопустимы или захватываем или нет взявшись за дело надо идти до конца это созвучно идеям никола макиавели или наносим смертельный удар или не наносим никакого то есть идем до конца, никаких промежуточных решений в политике и стратегии быть не может. Это созвучно идеям Шапошникова. Или не проводим мобилизацию, или проводим полную мобилизацию и вступаем в войну. Никаких частных промежуточных положений быть не может. Человек на Диком Западе, не читавший Макиавелли, тоже знал, что ради шутки нельзя хвататься за пистолет, или он в кобуре, или его надо выхватить и бить насмерть. Вот почему Сталин не просто говорит, что, решившись на великое дело, надо идти до конца, но в тексте еще и подчеркивает эти слова «идти до конца». Не только на словах Сталин в любом деле шел до конца. Долгое время Сталин как бы равнодушно взирал на процветание российской деревни, которая богатела и выходила из-под контроля. Богатый, значит, независимый. Сталину вроде и дела до этого не было. А потом он решился на великое дело — поставить деревню на колени, даже если при этом придется переломить хребет. Он поставил, хребет переломил. И год тот официально назвал годом великого перелома. Долгое время Сталин как бы не интересовался делами армии, а потом решил армию подчинить и шел в этом деле до конца, дальше даже и некуда. Если решил Сталин извести оппозицию, то довел дело до конца, завершив истребление политических врагов победным ударом ледоруба по черепу Троцкого. После великой чистки главный интерес Сталина вне границ своей покоренной страны. Глава девятая. Самый выгодный вариант. Нужно, чтобы эффект неожиданности был настолько ошеломляющим, чтобы противник был лишен материальной возможности организовать свою оборону. Иными словами, вступление в войну должно приобрести характер оглушительного подавляющего удара. Камбрик и Серсон. Новые формы борьбы. В мирное время численность армии любого государства не может превышать 1% от общей численности населения. Если мы приблизимся к этому роковому рубежу или перескочим его, то экономика начнет пробуксовывать. Темпы развития снизятся, государство будет беднеть, слабеть, и в конечном итоге его ототрут от ведущей роли на мировой арене. Перед началом Первой мировой войны численность населения Российской империи составляла 180 миллионов человек. Численность армии мирного времени – миллион четыреста двадцать три тысячи человек. Самая большая в мире армия мирного времени – Надо отдать должное правительству, оно понимало опасность дальнейшего увеличения армии. Армия не просто вырывает из экономики полтора миллиона здоровых и сильных работников, но кроме того, и это главное, превращает их из работников в потребителей. Солдата надо кормить и одевать. Солдату надо платить деньги. Его надо лечить и развлекать. Для него надо строить казармы, а главное, надо вооружать. За каждые тысячи солдат многие тысячи создателей оружия ученых, конструкторов, технологов, металлургов и металлистов, горняков, работников транспорта и связи, пахарей и животноводов. На миллионную армию работают миллионы людей вне армии. Все они исключаются из процесса созидания и работают на разрушение. Но всех их тоже надо кормить и одевать, их надо обеспечить транспортом и жильем, им нужно платить заработную плату и пенсию. Следовательно, имея в армии миллион солдат, мы сажаем на шею обществу миллионы едоков, которые работают на нужды войны. Самый выгодный вариант вступления в войну — нанесение внезапного сокрушительного удара. Но для удара по сильному противнику мощи армии мирного времени недостаточно, пусть даже ее численность и составляет почти полтора миллиона солдат и офицеров. Удар может получиться внезапным, но не сокрушительным. Если перед войной мы проведем мобилизацию и увеличим численность армии, то вспугнем противника. Удар получится мощным, но момент внезапности будет потерян. А если в мирное время мы будем постоянно содержать армию в 4-5 миллионов, то разорим государство и сами себя победим. Перед началом Первой мировой войны генералы всех армий ломали голову над тем, как же совместить все это, и армию большую иметь, и государство не разорить, и противника не вспугнуть. В конечном итоге никто не сумел совместить всего вместе. Вступление в войну основных европейских государств проходило примерно по одинаковой схеме. Первое. Правительство объявляло мобилизацию и состояние войны. Второе. Армия мирного времени развертывалась на границах и своим присутствием прикрывала мобилизацию. Иногда прикрытие мобилизации осуществлялось наступлением с ограниченными целями или кавалерийскими рейдами по ближним тылам противника. Третье. После объявления всеобщей мобилизации армии разбухали, их численность увеличивалась в несколько раз, и через две-три недели основные силы от мобилизованных армий вступали в первые приграничные сражения. Именно так вступила в Первую мировую войну и русская армия. Через три недели после объявления всеобщей мобилизации ее численность достигла 5 миллионов 338 тысяч солдат и офицеров. Но момент внезапности был потерян. В ходе войны призывали все новые и новые миллионы под знамена, и численность армии постепенно росла. В Германии, Австрии, Венгрии, Британии, Франции процесс мобилизации отличался в деталях, но в принципе ни одной из не удалось нанести внезапный сокрушительный удар по своим противникам. Мобилизация поглотила драгоценные недели начального периода войны а вместе с ними внезапность. Теперь представим себя в гулких коридорах штаба РКК где-нибудь в 1925 году. Перед стратегами стоит задача подготовки новой мировой войны с целью, как выражался товарищ Фрунзе, завершения задач мировой революции. Задача стратегам поставлена непростая — учесть ошибки всех армий в начальном периоде Первой мировой войны и подготовить новую войну так, чтобы государство не разорить, противника не вспугнуть и чтобы армию развернуть такую, удар, который будет и внезапным, и сокрушительным. И был разработан принципиально новый план вступления в войну. Вот краткое его содержание. Первое. Процесс мобилизации разделить на два этапа ⁇ тайный и открытый. Второе. Первый ⁇ тайный этап до начала войны. На этом этапе на режим военного времени перевести государственный аппарат, карательные органы, промышленность, системы продовольственной, государственной и военной связи, транспорт, армию увеличить до 5 миллионов. Третье. Ради маскировки первый тайный этап мобилизации растянуть во времени на два года. Кроме того, тайную мобилизацию маскировать локальными конфликтами. Представить дело так, что локальные конфликты – основная и единственная причина перевода страны на режим военного времени. Четвертое. Этап тайной мобилизации завершить внезапным, сокрушительным ударом по противнику и одновременно начать второй открытый этап мобилизации, в ходе которого за несколько дней призвать в Красную армию еще 6 миллионов для восполнения потерь и до укомплектования новых дивизий, корпусов и армий, которые вводить в войну по мере готовности. Затем в ходе войны призывать в армию все новые миллионы. Пятое. Прикрытие мобилизации второго, третьего и последующих стратегических эшелонов осуществлять не пассивным стоянием на границах, а сокрушительными ударами первого стратегического эшелона и решительным вторжением на территорию противника. В этой схеме все ясно и просто. За исключением одного. Как начинать тайную мобилизацию за два года до вступления в войну, если момент вступления в грядущую войну неизвестен? Советские стратегии на этот вопрос нашли ответ. Следует не идти на поводу событий, не ждать, когда война возникнет стихийно, сама собой, в неизвестный для нас момент, а планировать ее, то есть назначить момент ее начала. Если мы знаем, когда война начнется, а противник не знает, то мы можем проводить мобилизацию не в начальном периоде войны, а накануне. Тайна. Максимально возможное количество мобилизационных мероприятий мы можем вынести в предвоенный период так, что после начала боевых действий мобилизация не начиналась, а завершалась. Главная кузница командных кадров Красной Армии – военная академия имени Фрунзе. Интересно вспомнить взгляды того, чье имя она носит. Я считаю, что нападение действует всегда на психологию противника тем, что уже одним этим обнаруживается воля более сильная. Сторона, держащая инициативу, сторона, имеющая в своем распоряжении момент внезапности, часто срывает волю противника и этим самым создает более благоприятные для себя условия. Само нападение усиливает атакующую сторону и дает ей больше шансов на успех. Михаил Васильевич Фрунзе, избранное произведение, том 2, страницы с 47 по 49. Это на выбор, на вскидку, только на трех страницах многопудовых трудов. Любой при желании может набрать корзины подобных заявлений не только у Фрунзе, но и у Ленина, Троцкого, Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Ворошилова, Шапошникова. И если в этих трудах и говорилось об обороне, то только об обороне особого рода, внезапно сокрушить противника на его собственной территории и этим защитить себя и дело мировой революции. Глава 10. Где строить пороховые заводы? Общие потери боеприпасов к концу 1941 -го года составляли около 25 тысяч вагонов. Развитие тыла советских вооруженных сил 1918-1988 годы, страница 119. Сталинский наркомат боеприпасов заработал сразу и на полную мощь. Вот цифры. За 1939 год было произведено 936 миллионов винтовочных патронов, 2 миллиона 240 тысяч минометных выстрелов, снарядов малого калибра, 5 миллионов 208 тысяч, крупного калибра 6 миллионов 34 тысяч. Не будем спешить с выводами и говорить, что этого мало. 1939 год это год становления. Все эти снаряды и патроны произведены на старых заводах, которые существовали раньше. А идея наркомата боеприпасов в том и заключалась, чтобы в короткий срок, помимо уже существующих мощностей, создать новые которые не просто дополняют существующие, но и многократно их превзойдут. И встал вопрос, где новые патронные, пороховые, снарядные, гильзовые заводы размещать? Вопрос о размещении промышленности боеприпасов – это вопрос о характере будущей войны. Если Сталин намерен вести святую оборонительную войну, если он намерен удерживать свои рубежи, то в этом случае новые заводы боеприпасов надо размещать за Волгой. Там они будут в полной безопасности. Танки противника туда не дойдут, и самолеты его не долетят. Если Сталин в своих силах не уверен, если Сталин, как нас уверяют, боялся Гитлера, если были опасения, что Красная армия не сможет удержать границы и будет отходить, то в этом случае новые заводы, наркоматы боеприпасов надо строить не за Волгой, а еще дальше, на Урале. Там есть сырье, там достаточно индустриальная и энергетическая база, там заводы будут в абсолютной безопасности. Даже если противник захватит огромные территории, наша индустриальная база останется целой. Вот тогда Гитлер узнает, что такое раненый медведь. Но не первый. Ни второй варианты даже теоретически не обсуждались. Не было нужды. Красная армия не собиралась отходить, как не собиралась и удерживать рубежи своей страны. Если бы интересы Сталина сводились только к обороне своей территории, то он мог бы просто не начинать Вторую мировую войну. По Сталинскому плану Красная армия должна была идти в обескровленную, ослабленную войной Европу. Красная армия пойдет вперед через границу, а заводы боеприпасов, а также и все другие заводы, танковые, артиллерийские, оружейные, будут оставаться все дальше и дальше в тылу. Представим себе, что нужно подать Красной армии небольшое количество боеприпасов, например, 100 тысяч тонн, или, скажем, 200 тысяч тонн. Как перебросить их с Урала на западную границу? Стандартный воинский эшелон берет 900 тонн. Сколько надо эшелонов? Сколько вагонов? Сколько паровозов? Сколько рабочих дней понадобится машинистам и всему железнодорожному люду? Сколько угля надо сжечь? Сколько надо охраны на много дней? Кроме всего, не одни же снаряды по железным дорогам доставляются. Железные дороги будут забиты войсками, ремонтными и санитарными поездами, цистернами и так далее, и так далее. Одним словом, если мы готовим наступление, то переброски сотен тысяч тонн боеприпасов и всего остального надо производить скрытно. А скрытность, кроме других приемов, достигается путем сокращения перевозок. Идеально является ситуация, когда заводы находятся у границы. В этом случае эшелон гнать немного дней через всю страну, а несколько часов – в этом случае потребность в транспорте снижается, а один эшелон оборачивается несколько раз. Это освобождает внутренние железные дороги для других военных перевозок. И было решено новые снарядные заводы не за Волгой строить и не на Урале, а ближе к границам, настолько ближе, насколько позволяет строить металлургическая база в Запорожье, Днепропетровске, Днепродзержинске, Харькове, Кривомроге, Ленинграде. Заводы боеприпасов давали все больше продукции. Прожорливый наркомат боеприпасов поглощал государственные запасы цветных металлов, свинца, меди, никеля, хрома, олова, ртути. Чем больше цветных металлов шло на боеприпасы, тем меньше их оставалось для всех остальных отраслей промышленности. И возникал вопрос – как долго это может продолжаться? Еще вопрос, что с боеприпасами делать? В школе каждый из нас решал задачи типа «в некоторый объем через одну трубу вливается столько-то жидкости, одновременно через другую трубу выливается». Такие задачи встречаются и в учебниках математики прошлых веков. Они есть даже в знаменитом учебнике Магнитского. Если Сталин и не ходил в школу, то военные лидеры и политики, и экономисты в свое время были школьниками и решали такие задачи. В 1939 году возникла как раз та самая задача. Красная армия потребляет определенное количество боеприпасов на боевую подготовку, на освободительные походы, Кроме того, боеприпасы идут на оказание интернациональной помощи Испании, Монголии, Китаю. Если поступление боеприпасов будет равно расходу боеприпасов, то проблем нет. Но если поступление будет больше, чем расход, то в скором времени все емкости переполнятся. Емкость артиллерийских складов известна. Расход известен. Простым арифметическим действием легко определить, когда наступит переполнение. Что же делать? Создавать новые емкости для хранения ⁇ это не так просто. Представьте себе, что вам поставили задачу построить емкости для хранения, к примеру, 1 миллиона тонн снарядов. Если на складах и хранилищах влажность чуть выше установленной наступит коррозия, а порох отсеет. Что с вами в этом случае сделает товарищ Сталин и его верный ученик товарищ Берия? А чуть повыше температура, чуть суше воздух, искорка от солдатской подковки и... Вместе склады располагать нельзя, вблизи городов и заводов нельзя, нужно вдали, а там никаких дорог нет. Одним словом, хранилище — это не решение проблемы. И сколько их ни строй, они переполнятся, если вливается больше, чем вливается. А вливалась все больше и больше. Помимо предприятий наркомата боеприпасов на производство элементов выстрелов были привлечены 235 заводов других наркоматов. История Второй мировой войны 1939-1945 годов. Том 2. Страница 190. Помимо всего этого и независимо от наркомата боеприпасов, он был и так огромен. В январе 1941 года было создано главное управление строительства пороховых, патронных, гильзовых и снарядных заводов. Глав боеприпас-строй. Это чудовище объединяло под своим контролем 23 строительных треста. Отметим, не на строительство хранилищ это ориентировано, а на строительство новых предприятий. Глав боеприпас строй ударным темпом возводил все новые мощности и издавал их наркомату боеприпасов. Надо было думать о сбытии продукции. В апреле 1941 года из главного артиллерийского управления Красной Армии поступило распоряжение продукцию наркомата боеприпасов вывозить к западным государственным границам и выкладывать на грунт. Спросите у фронтовиков, что это означает. Кремлевско-лубянские историки вынуждены признать, что Сталин готовил агрессию. Сталин готовил порабощение Европы. Но, говорят они, Сталин мог совершить агрессию только в 1942 году. Давайте спросим у этих историков, можно ли оставить под открытым небом на осенние дожди, на снежную зиму и на весеннюю грязь некоторое количество боеприпасов, скажем, 500 тысяч тонн. Этого делать нельзя. Нам это понятно. Так неужели? Сталин был глупее нас. Выкладка боеприпасов на грунт в 1941 году означало решение начать войну в 1941 году и никакого иного толкования этому факту не придумать. А еще снаряды держали у границ в железнодорожных эшелонах. Очень дорогой способ хранения и очень ненадежный. Как в товарном вагоне поддерживать температуру и влажность? Если советские генералы замышляли удерживать границы, так надо было разгрузить вагоны и рассредоточить запасы по войскам. Если планировали отходить, тогда надо было прицепить паровозы и оттянуть эшелоны с боеприпасами подальше от границы, а на границах оставить минимум. Но если коммунисты планировали идти вперед, то тогда так и следовало действовать. Снаряды надо было держать в вагонах и иметь у границ 170 тысяч солдат, железнодорожников и соответствующую технику для перешивки западноевропейской колеи на широкий советский стандарт. Все это на границах было. И солдаты-железнодорожники, и соответствующая техника для перешивки. Во время войны Красная Армия имела самую мощную артиллерию в мире. Артиллерию использовали правильно, то есть концентрировали массами на узких участках прорыва и внезапно проводили огневую подготовку. В Сталинградской операции Донской фронт под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского прорывал оборону на узком участке, всего 12 километров. Помимо танков, оборону урвали 24 стрелковых полка. Их поддерживали 36 артиллерийских полков. Рокоссовский сосредоточил по 135 орудий на каждом километре а на направлении главного удара плотность составляла 167 орудий на километр. В ходе войны концентрация артиллерии, танков, пехоты, авиации постоянно увеличивалась. К концу войны при расчетах мощности арт-удара в советских штабах в качестве единицы измерения стали использовать килотонны. Советская артиллерия заговорила языком ядерного века. В весло-одерской операции советское командование использовало 34 500 орудий и минометов. Их не распределяли равномерно по фронту, а концентрировали на участках прорыва. В полосе третьей гвардейской армии, например, была достигнута плотность 420 орудий на километр. Продолжительность артподготовки постоянно сокращалась, но мощь возрастала. В той же операции в полосе 5-й ударной армии продолжительность артподготовки планировалась 55 минут. Она началась хорошо, но через 25 минут была остановлена. За 25 минут было израсходовано 23 тысячи тонн боеприпасов. На каждом километре фронта прорыва было израсходовано по 15 200 снарядов среднего и крупного калибров прорыв пошли штрафные батальоны, не встречая никакого сопротивления. Их действия убедили командование. Продолжать артподготовку незачем, никто не сопротивляется. Экономия. 30 минут времени, что очень важно на войне, и 30 тысяч тонн снарядов. Еще больше артиллерии было использовано в берлинской операции, более 42 тысяч орудий и минометов. На участках прорыва маршалы Жуков и Конев сосредоточили не только чудовищное количество артиллерии, но и чудовищное количество боеприпасов. Конев прорывал фронт на участке 36 километров, где сосредоточил 8626 орудий и минометов жуков сосредоточил меньше орудий 7318 но продавал фронт на участке в 30 километров поэтому артиллерийские плотности у него были выше в этих же полосах были сосредоточены основные силы танковых и воздушных армий и соответствующее количество пехоты Рекорд был установлен в полосе 381-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии в ходе Восточно-Прусской операции. 468 орудий и минометов на 1 километр фронта, не считая, Катюш, реактивных установок залпового огня. В ходе войны Красная армия израсходовала 427 миллионов снарядов и артиллерийских мин и 17 миллиардов патронов любители математики, разделите это на число германских солдат и определите, сколько приходилось на одного. К этому надо добавить ручные гранаты, саперные мины, авиационные бомбы. Кто мог устоять перед этой мощью? И вот тут надо напомнить, что в войне Советский Союз использовал только 15% мощности наркомата боеприпасов. Все остальное было потеряно в начальный период войны. Внезапным ударом Гитлер уничтожил не только кадровые дивизии Красной Армии а и Авиацию, не только захватил стратегические запасы, но захватил и территории, на которых находились новейшие заводы наркомата, боеприпасов. При отступлении Красная Армия уничтожала свои собственные заводы или просто их бросала. Кое-что было вывезено, но попробуйте перевести на тысячу километров хотя бы одну доменную печь. Попробуйте из приграничного леса под огнем перетаскать к железнодорожной станции хотя бы одну тысячу тонн снарядов, погрузить их в вагоны и вывести. Красная армия потеряла в начальном периоде войны не только 500 тысяч тонн снарядов, но и ту промышленность, что могла бы производить новые снаряды. С августа по ноябрь 1941 года германские войска захватили 303 советских пороховых, патронных, снарядных заводов, которые имели годовую производительность 101 миллион снарядных корпусов, 32 миллиона корпусов артиллерийских мин, 24 миллиона корпусов авиабомб, 61 миллион снарядных гильз, 30 миллионов ручных гранат, 93 тысячи 600 тонн порохов, 3 600 тонн тротила. Это составляло 85% всех мощностей наркомата боеприпасов. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны. Страница 42. -я. Вдобавок ко всему, на снарядных заводах были сосредоточены мобилизационные запасы ценнейшего сырья — свинца, латуни, легированной стали. Все это досталось Германии и было использовано против Красной Армии. Но предвоенный потенциал был столь огромен, что Сталин сумел построить уже в ходе войны новую промышленность боеприпасов за Волгой, на Урале, в Сибири и произвести все то, что обрушилось потом на германскую армию. Гитлер нанес Сталину внезапный удар, и Сталин отбивался, опираясь на оставшиеся 15% мощности наркомата боеприпасов. Результаты войны известны. Постараемся представить себе, что могло случиться, если бы Гитлер промедлил с ударом и сам попал бы под сокрушительный сталинский удар. В этом случае Сталин использовал бы в войне не 15% мощности наркомата боеприпасов, а все 100%. Каким бы тогда был исход Второй мировой войны? В 1942 году Красная армия тайно подготовила и провела контрнаступление под Сталинградом. Говорят, что именно с этого времени Советский Союз стал сверхдержавой. Но так говорить может только тот, кто не знает истинного размаха сталинской подготовки к войне. Да, Сталинград ⁇ знаменитая операция. В ней принимали участие массы пехоты, авиации, артиллерии и танков. Ее проводили истинные мастера стратегии. Но Сталинград бледнеет в сравнении с тем, что готовилось в 1941 году. Сталинград — это в основном резервисты, это импровизации. А в 1941 году готовилась к наступлению кадровая Красная Армия и плюс миллионы резервистов. Контрнаступление под Сталинградом — это полторы тысячи танков, но в 1941 году, в первом только эшелоне их было в десять раз больше, а качество? В 1941 году в советских войсках насчитывалось больше танков Т-34 и КВ, чем их было под Сталинградом. В Сталинград – внезапный удар двух фланговых группировок, а в 1941 году готовилось то же самое, но фланговые группировки были неизмеримо мощнее и угрожающие близки к Берлину. Сталинград – это Жуков, Рокоссовский, Василевский, Малиновский, Ватутин. В 1941 году эти же генералы готовили то, что они потом совершили под Сталинградом. На мой взгляд, Советский Союз был сверхдержавой уже в 1941 году. Летом 1941 года Гитлер эту сверхдержаву внезапным ударом сокрушил. Все, что потом Сталин использовал в войне под Сталинградом и Куском, под Москвой и Берлином, это только осколки и остатки первоначальной мощи советской сверхдержавы. Глава одиннадцатая. Крылатый Чингисхан Логика подсказывала, что нам не следует ждать, когда противник пустит в ход всю авиацию, а надо самим перехватить инициативу в воздухе и первыми нанести массированные удары по его аэродрому. Главный маршал авиации Новиков, военно-исторический журнал, 1969 год, номер 1, страница 62. Название самолета «Иванов» имело еще одно значение. Сталин сформулировал задачу так, что самолет должен быть простым в изготовлении, чтобы можно было сделать столько экземпляров его, сколько у нас в стране людей с фамилией Иванов. Кузьмина, генеральный конструктор Павел Сухой, страница 57. Тридцатые годы — золотая эпоха советских авиационных рекордов. Вспомним, сколько усилий и средств было затрачено на их установление. Летчики, побившие мировые рекорды, были национальными героями. Сталин знал толк в высоте, в скорости, в дальности, в полезной бомбовой нагрузке. В самый разгар рекордно-авиационного психоза Сталин ставит задачу создать Иванов, основной самолет для грядущей войны. Но удивительное дело. От создателей самолета Иванов Сталин не требует ни рекордной скорости, ни рекордной высоты, ни рекордной дальности и даже небывалой бомбовой нагрузки не требует. Выдающиеся характеристики не задаются. Сталин требует только простоты и надежности. Сталинский замысел ⁇ создать самолет, который можно выпускать в количествах, превосходящих все боевые самолеты всех типов во всех странах мира вместе взятых. Основная серия Иванова планировалась в количествах 100-150 тысяч самолетов. Вот мы и подошли к главному. Сталин планирует выпустить самолет самый большой в истории человечества серии. Но это не истребитель, это не самолет для оборонительной войны, это самолет-агрессор. Возникает вопрос. Если мы выпустим 100-150 тысяч легких бомбардировщиков, то не перебугаем ли всех своих соседей? Давайте не будем задавать таких вопросов. Давайте не будем себя считать умнее Сталина. Давайте отдадим должное сталинскому коварству. Сталин вовсе не собирался начинать массовое производство Иванова в мирное время. Совсем нет. Мобилизация делилась на два периода – тайный и открытый. Во время тайной мобилизации планировалось выпустить малую, по советским понятиям, серию всего несколько сот этих самолетов. Назначение этой серии ⁇ освоить производство, получить опыт, облетать самолеты, в мелких конфликтах опробовать. Эти первые несколько сот можно использовать при первом ударе, особенно на второстепенных направлениях или вслед за самолетами с более высокими характеристиками. А вот после... Нашего нападения массовый выпуск Иванова начнется десятками тысяч. Иванов это как бы невидимый мобилизационный резерв. Это как с автоматом ППШ. Автомат Шпагина, ППШ, создан перед войной, испытан и одобрен. Грянула война, и немедленно каждая кроватная мастерская, каждая артиль по производству скобяных товаров, каждый мелкий заводик начинает выпуск самого простого, самого надежного и очень мощного оружия в количествах непостижимых. Самолет с относительно низкими летными характеристиками может быть ужасным оружием. Гитлер, как и Сталин, тоже хорошо это знал. У него тоже был свой собственный крылатый шакал Ю-87. Это одномоторный самолет, больше похожий на истребитель, чем на бомбардировщик. Экипаж из двух человек. Оборонительное вооружение слабое. Один пулемет для защиты задней полусферы. Бомбовая нагрузка меньше тонны. Ю-87 был старше на Кадзимы Б-5, Аш и Иванова и потому его летные характеристики были ниже. Он принадлежал к тому поколению самолетов, у которых не убиралось шасси в полете. Но, но группы из десятков Ю-87 наносили внезапный удар по спящим аэродромам, и этим ударом очищали себе небо. После первого удара по аэродромам они летали над территорией противника совершенно спокойно, и скорость рекордная им не требовалась. От кого в воздухе уходить, за кем гоняться. Ю-87 господствовали в небе. Польши, Норвегии, Франции. А в Британии они встретили отпор. Подавить британские аэродромы внезапным ударом было невозможно, условий для нанесения внезапного удара не было. После участия в нескольких рейдах потери Ю-87 оказались столь велики, что был отдан приказ над британскими островами их не применять. Весной 1941 года Югославия и Греция Ю-87 наносят внезапный удар и вновь успех. В мае удар по Криту. Тут британские войска, но удар получился внезапным и Ю-87 вновь символ блицкрига, успеха и победы. В июне внезапный удар по советским аэродромам. Прекрасным солнечным утром. Германская авиация обеспечила себе чистое небо и могла применять самолеты любых типов, бояться некого. Советские генералы признают, что они расценивали Ю-87 как устаревший, а он принес им неисчислимые бедствия. Господство Ю-87 продолжалось до тех пор, пока советская авиация не набрала сил. Во втором периоде войны Ю-87 на советско-германском фронте применялись все реже, пока не исчезли совсем. В ходе Восточной кампании потеря превосходства в воздухе в скором времени, поставила под вопрос целесообразность применения сравнительно малоскоростных и неповоротливых пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Мейдельдорф. Тактика в русской компании. Страница 225. Иванов создавался позже Ю-87, Поэтому характеристики Иванова были выше, и конструктивно два самолета сильно отличались. Но по духу и замыслу, по способам применения и по им отводимой роли Ю-87 и Иванов-близнецы. А самолету Накадзима Б-5H Иванов родной брат не только по замыслу и по духу, но и по основным характеристикам. Для открытого, честного поединка лучше иметь длинную шпагу, а убить спящего можно и коротким ножом. Самолет со сравнительно невысокой скоростью в качестве короткого ножа был очень опасен. Самолеты внезапного удара не нуждались в рекордных характеристиках. Сталинская логика проста и понятна. Если внезапным ударом мы накроем вражеские аэродромы и тем очистим небо от его самолетов, то нам потребуется самолет простой и массовый с мощным вооружением. Главное его назначение ⁇ поддержка наших наступающих танковых лавин и воздушных десантов. Воздушный террор над беззащитными, то есть спящими территориями. Именно такой самолет Сталин и заказал своим конструкторам. С момента появления авиации неуклонно растет ее роль в войне вообще и в частности, в операциях сухопутных войск. К концу нашего века, в ходе войны, в Персидском заливе авиация выполнила 80% огневых задач. Эту тенденцию Иосиф Сталин ясно понял еще в 30-е годы. В максимальной степени сталинские требования выполнил авиаконструктор Павел Осипович Сухой он стал победителем конкурса. В августе 1938 года Иванов Сухого под маркой ББ-1, ближний бомбардировщик первый, пустили в серию сразу на двух заводах. Затем его начали производить на третьем. Строился гигантский четвертый завод, а кроме того, заводы, производившие другие типы самолетов, были готовы по приказу переключиться на производство Иванова. В сентябре 1939 года группа Сухого в знак поощрения была выделена в самостоятельное конструкторское бюро. В 1940 году, после введения новой системы индексации, Иванов в честь своего создателя получил название СУ-2. Это был первый серийный самолет одного из величайших авиационных конструкторов 20 века. До 22 июня самолетами Су-2 были полностью укомплектованы 13 авиационных полков, в каждом по 64 самолета. Су-2, как и его новый других конструкторов, был многоцелевым. Легкий бомбардировщик, тактический разведчик, штурмовик. Конструкция была предельно простой и рациональной. Су-2 годился к массовому производству больше, чем любой другой самолет в мире. Он нес 400-600 килограммов бомб, 5 пулеметов ШКАС с рекордной по тем временам скорострельностью и до 10 реактивных снарядов калибром 82 мм или 132 мм. Скорость 375 км в час у земли, 460 на высоте. Управление Су-2 было двойным и для летчика, и для сидящего за ним штурмана-стрелка. Поэтому не надо было выпускать учебный вариант самолета. Каждый боевой Су-2 был доступен летчику любой квалификации, гражданскому пилоту и девчонке из аэроклуба. От летчиков не требовалось ни владения высшим пилотажем, ни умения летать ночью, ни умения хорошо ориентироваться на местности и в пространстве. Им предстояла легкая работа — взлететь на рассвете, пристроиться к мощной группе, лететь по прямой и заходить на цель. Возникает вопрос об истребителях прикрытия. Бомбардировщик в бою, особенно ближний бомбардировщик, действующий над полем боя и в ближайшем тылу противника, должен прикрываться истребителями. Если бы вместе с Су-2 было заказано соответствующее количество истребителей прикрытия, то Су-2 можно было использовать в любых ситуациях, например, для нанесения контрударов по агрессору, напавшему на Советский Союз. Но истребители в таких количествах не были заказаны. Поэтому была только одна возможность использовать Су-2 в войне — напасть первыми на противника и нейтрализовать его авиацию. Другого применения беззащитным СУ-2 нет. Вот почему решение о выпуске минимум 100 тысяч легких бомбардировщиков СУ-2 было равносильно решению начать войну внезапным ударом по аэродромам противника. К началу 1941 года Сталин подготовил все необходимое для нанесения удара для подавления германской авиации на аэродромах. Для таких действий у Сталина было подавляющее количественное и качественное превосходство. У Сталина был уникальный бронированный штурмовик Ил-2. Речь идет не о броневых плитах, которые добавляют к каркасу самолета, но о чисто броневом корпусе. Это был единственный в истории броневой самолет, настоящий летающий танк. Кроме броневой защиты, уникальной для самолета живучести и великолепных летных характеристик, ИЛ-2 имел сверхмощное вооружение, автоматические пушки, бомбы, реактивные снаряды РС-82 и РС-132. Коммунисты соглашаются, что ИЛ-2 был великолепен, но заявляют, что их было всего только 249. Это действительно так. Но у Гитлера-то не было ни одного подобного самолета. И во всем мире ничего подобного не было. У Сталина всего только 249 ИЛ-2. И советская промышленность готова их производить в любых количествах. Даже после потери во второй половине 1941 года большей части авиационных и моторных заводов Ил-2 все равно производился самыми большими сериями. Он не устарел до конца войны и вошел в историю как самый массовый боевой самолет всех времен. Для удара по аэродромам у Сталина был пикирующий бомбардировщик П-2. У Гитлера тоже были хорошие самолеты но П-2 превосходил любой из них по основным характеристикам. Например, скорость П-2 была на 30 км в час выше, чем у лучшего германского бомбардировщика Ю-88, и на 100 км в час выше, чем у Хейнкеля 111. Но коммунистическая пропаганда объявляет, что у Сталина пикирующих бомбардировщиков П-2 было всего только 460. Это правильно. И это действительно мало. Но все же это больше, чем всех Ю-88 на Советско-Германском фронте 22 июня 1941 года. Для ударов по аэродромам у Гитлера были Ю-87, это символ Блицкрига. Советский аналог Су-2, который создан позже и потому по всем характеристикам превосходил Ю-87, прежде всего по скорости и огневой мощи, кроме того, имел броневую защиту, хотя и не такую, как Ил-2. У Гитлера на Восточном фронте на 22 июня было 290 Ю-87, у Сталина 249 Ил-2 и более 800 Су-2. Кроме того, советские истребители всех типов, от И-15 до МиГ-3, вооружались реактивными снарядами для участия в первом ударе по спящему аэродрому. Для первого удара подходили и те самолеты, которые коммунисты называют устаревшими, например, истребитель И-16 по огневой мощи в 2-3 раза превосходил любой истребитель противника и был бронированным. Он имел превосходную маневренность, а рекордная скорость при ударе по аэродромам не нужна. Количество одних только и 16 на советских западных приграничных аэродромах, больше, чем германских самолетов всех типов вместе взятых. Немедленно после нанесения первого удара советская авиационная промышленность должна была начать массовый выпуск СУ-2. Сталин замышлял построить столько легких бомбардировщиков, сколько подвижных всадников было в ордах Чингисхана. К началу 1941 года советские конструкторы создали целые созвездия замечательных самолетов, но Сталин любит Су-2. В 1940 году, в первой половине 1941 года, идет незаметная, но интенсивная подготовительная работа к массовому производству. На авиазаводы, которые готовятся выпускать Су-2, рабочих поставляют военкоматы как солдат на фронт. Кузьмина, генеральный конструктор Павел Сухой, страница 66 А первые 13 полков осваивают самолет. Пилотов поставляет гражданская авиация и аэроклубы. Генерал-лейтенант авиации Пушкин, в то время майор, командир 52-го авиационного полка. Хорош был Су-2 и тем, что ему не нужны были аэродромы, он взлетал и садился на любое ровное поле. Там же. Маршал авиации Пстыгу. Осенью 40-го года в Бессарабии под Котовском формировался наш 211-й ближний бомбардировочный авиационный полк, вооруженный самолетами Су-2. Самолет производил сильное впечатление. Бомбардировщик, а вид, как у истребителя, небольшой, компактный, красивый, там же. В этом отрывке следует обратить внимание на время и место формирования полка. Это рядом с Румынией. Это против Румынии. Это наш крылатый шакал готовится вцепиться в горло тому, кто слабее. Вот еще один полк в том же районе рассказывает дважды герой Советского Союза, полковник Сивков. К концу декабря 1940 года завершилось формирование 210-го ближнебомбардировочного полка. Полковник поясняет, и откуда взят летный состав. Летчики прибыли из гражданского воздушного флота. Готовность номер один, страница 42. Итак, тайная мобилизация захватила и гражданскую авиацию. Печальна судьба Су-2. Ю-87 и Накадзима Б-5-H имели возможность проявить себя во внезапных ударах и прославиться, но и Иванову действовать по прямому назначению Гитлер не позволил. Гитлер нанес упреждающий удар по советским аэродромам, и Су-2 оказался без работы, для которой создавался. Производство Су-2 было быстро свернуто. В оборонительной войне он был не нужен. Заводы, которые готовили его массовый выпуск, например, Харьковский авиационный, попали в руки противника. Ранее выпущенные Су-2 несли большие потери, для их прикрытия не было истребителей. Герой Советского Союза Лашин. Я летал на Су-2. Легкий самолет, летучий, маневренный, невероятно живучий и безотказный. Долго и трудно горел Су-2, он никогда не вспыхивал факелом. Кузьмина герой Советского Союза Стрельченко. Су-2 не горел даже при повреждении бензобака, помогала углекислотная защита. Кузьмина. Авиаконструктор Шавров написал самую полную и, на мой взгляд, объективную историю советской авиации. Все остальные авиаконструкторы и его соперники, и потому Шавров не скупился на критику, но создателей Су-2 он не ругает. Хотя от Су-2 было взято все возможное, и его авторов не в чем было упрекнуть, самолет соответствовал реально возникшим требованиям лишь до войны. История конструкции самолетов в СССР 1938-50 -го годов, страница 50. Другими словами, все было хорошо. К создателям невозможно придраться, и до 21 июня 1941 года Су-2 соответствовал требованиям, а на рассвете 22 июня соответствовать требованиям перестал. Иванову доставалось от чужих и от своих. До войны Су-2 держали в секрете и не планировали использовать вместе со своими истребителями. В начале войны советские истребители, незнакомые силуэты Иванова, принимали за вражеский самолет, трижды — Герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин сбил 59 самолетов противника. Официально, на самом деле их было ровно 60. Первым был Су-2. По иронии судьбы, после войны Покрышкин учился в Академии в одной группе со сбитым им пилотом Су-2. Это был Иван Пстыга, тоже будущий маршал авиации. Су-2 пришлось применять не по назначению. Вот пример. В июле 1941 -го года 50 СУ-2 наносят удар по мосту через Днепр у Рогачева. Если бы мы готовились к оборонительной войне, то взорвать мост при отходе — это минутное дело для двух саперов. Но мы к оборонительной войне не готовились. И вот вместо двух саперов, не свойственную им работу, вынуждены выполнять СУ-2, целый авиационный полк. Но в условиях господства противника в воздухе полк ближних бомбардировщиков надо прикрывать как минимум одним полком истребителей, а их нет. Что такое 50 Су-2, идущие плотной группой без прикрытия, и мост не взорван, и полк потерян? И был приказ плотными группами на Су-2 не летать, хотя он задуман и создан только для полетов плотными группами. В оборонительной войне нужен был истребитель. Конечно, Суд 2 пробовали использовать в качестве истребителя, но он был только похож на истребитель. Летчики проявляли самоубийственный героизм, но их никто не учил вести воздушный бой, тем более на самолете, который для воздушного боя не предназначался. Первой и единственной женщиной в истории мировой авиации, совершившей воздушный таран, была Екатерина Зеленко из 135-го ближнее бомбардировочного авиационного полка это случилось 12 сентября 1941 года своим су-2 она таранила в воздухе мистер шмидт 109 сбила его и при попытке посадить свой самолет была сбита другим мистер шмидтом 109 летчики гражданской авиации юные спортсмены девочки из спортивных клубов творили чудеса храбрости но Су-2 упорно не вписывался в Великую Отечественную, ибо был создан совсем для другой войны. Гитлер сорвал нападение, но он даже не подозревал, какова действительная сила Сталина. Насколько серьезны его намерения, как хорошо он подготовлен для ведения наступательной войны. Су-2 не мог проявить себя в войне оборонительной, но в любых других условиях он был бы грозным противником. Есть достаточно указаний на то, что советская промышленность была в полной готовности к массовому выпуску Иванова. Например, в оборонительной войне нужны были в первую очередь истребители. Авиаконструктору Лавочкину для модернизации истребителя ЛАГ-3 срочно нужен надежный двигатель и в огромных количествах никаких проблем. Промышленность готова выпускать в любых количествах двигатель М-82, который предназначался для Су-2. Промышленность не только готова их выпускать, но уже имеет тысячи этих двигателей в запасе. Бери и ставь на самолет. Лавочкин поставил, и получился прославленный и любимый летчиками истребитель Ла-5. Советская промышленность была готова к массовому выпуску пулеметов «ШКАС» для многих типов самолетов, но прежде всего для Су-2. Су-2 они стали производить, но готовность промышленности не прошла даром, с авиационным вооружением проблем не было. Советская промышленность была готова к массовому выпуску бомб для Су-2, и она их выпускала, но только для Ил-2 и других самолетов. Советская промышленность была готова к массовому выпуску реактивных снарядов калибра 82 и 132 мм, и она их выпускала, но их использовали не только в авиации, но и в наземной артиллерии. Статистика такова. На 1 июля 1941 года в Красной Армии было 7 установок залпового огня БМ-13. Через месяц их стало 17. Одни погибали в бою, другие выпускались, и к первому сентября их стало 49. Одновременно начался выпуск еще одного типа, БМ-8. На 1 октября 1941 года Красная Армия, несмотря на потери, имела 406 БМ-8 и БМ-13. Дальше рост шел столь же стремительно, и вскоре это оружие стало массу. Генерал-фельдмаршал Кёсельринг свидетельствует, Страшное психическое воздействие сталинских органов является в высшей мере неприятным воспоминанием для любого немецкого солдата, бывшего на Восточном фронте. Даже при отсутствии и потерях промышленной и сырьевой базы удалось быстро насытить армию принципиально новой системой вооружения, которой не было ни в одной армии мира, и ничего равного до конца войны ни у кого не появилось. Экономическое чудо Говорят коммунисты, а чуда никакого не было. Просто в период тайной мобилизации советская промышленность была подготовлена к выпуску реактивных снарядов для Иванов. На Иванове это оружие, конечно, было бы гораздо эффективнее, ибо пилоты сами способны цели отыскивать, а артиллеристы должны вначале получить сведения о цели. Артиллеристы забрасывают свои снаряды на несколько километров, не видя цели. А пилоты летают на сотни километров, они видят цель и видят результаты своей работы. Последующая волна самолетов всегда имеет возможность довершить начатое дело. Выпуск Иванова был прекращен. Но промышленность выпускала снаряды миллионными партиями, и их просто приспособили для стрельбы с наземных установок. На вопрос о том, сумела бы советская промышленность выпустить 100-150 тысяч Су-2, следует отвечать утвердительно. Такой выпуск планировался для условий, при которых мы наносим первый удар, и нашей промышленности никто не мешает работать. Гитлер сорвал сталинский план. Но даже и после потери всех алюминиевых, большинства авиационных и моторных заводов, Советский Союз произвел во время войны 41 989 неизмеримо более сложных в производстве самолетов ИЛ-2 и ИЛ-10. Кроме того, были произведены десятки тысяч более сложных, чем Иванов, самолетов других типов. Если бы Сталин ударил по Румынии и тем самым парализовал германскую армию и промышленность, то вся советская промышленность могла бы работать без помех и построить в несколько раз больше самолетов, чем построила их в самые неблагоприятные ситуации. И еще вопрос, где же набрать такую уйму летчиков? Летчиков Сталин подготовил в избытке. Правда, это были летчики, которых учили летать в чистом небе. Летчиков было так много. Что в 1942 году их с винтовками в руках тысячами бросали под Сталинград на усиление пехоты. Красная звезда 15 декабря 1992 года. Летчики такой квалификации в оборонительной войне не потребовались, как не потребовался и самолет Иванов, для которого их готовили. Об этом речь впереди. Но идея крылатого Чингисхана не умирала. Советские конструкторы никак не хотели от нее отказываться. В 1943 году конструктор Дмитрий Томашевич выдал давно начатый, но из-за германского нападения и эвакуации поздно завершенный штурмовик «Пегас». Два двигателя по 140 лошадиных сил каждый, скоростью земли 172 км в час, на высоте и того меньше. Летчик один. Самолет не имел ни стрелка, Необоронительного вооружения самолет строился из неавиационных материалов. Фанера, строительная, сосновые брусья, кровельное железо, танковая броневая сталь. Контуры самолета образовывали только прямые линии. Простота и дешевизна на самом последнем пределе. Самолет могла строить любая мебельная фабрика, причем потоком. При этом Пегас снес две 23-миллиметровые автоматические пушки крупнокалиберный пулемет и бомбу в 500 килограммов. Летчик был прикрыт броней, защищавший его от пуль, крупнокалиберных пулеметов и даже от 20 миллиметровых снарядов. Броней были прикрыты бензобаки и другие жизненно важные узлы. Бензобаки в случае необходимости сбрасывались. Огневая мощь и надежная защита от огня с земли делали этот поистине самый дешевый и простой из всех самолетов грозным противником. Летчик-испытатель, генерал-майор авиации Петр Стефановский, на своем веку летал на 316 типах летательных аппаратов. Среди них были разные варианты Иванова, был и Пегас. Стефановский летал в основном на самолетах, которые на момент первого испытательного полета, казалось, были на грани фантастики. Пегас не фантастика, но Стефановский дает Пегасу высокую оценку. По его словам, это мог быть самолет, выпускаемый колоссальными сериями, но только не в оборонительной войне. Ивановые пегасы могли бы рыскать в небе Европы, Африки, Индии, но только при условии советского внезапного нападения на Германию и уничтожения ее авиационной мощи или нейтрализации нефтяных промыслов в Румынии. В любой другой обстановке Ивановы и Пегасы оказались ненужными, время их так никогда и не наступило. В марте 1939 года на 18-м съезде партии Сталин заявил, бешеная гонка авиационных вооружений капиталистических стран продолжается уже ряд лет и, несомненно, представляет собой один из наиболее характерных и определяющих моментов неизбежного всеобщего военного столкновения. Сталин прав. В странах Запада продолжалась поистине бешеная гонка авиационных вооружений. Военная авиация в некоторых крупнейших странах Запада достигла тысячи боевых самолетов и перевалила через этот рубеж, а Германия вырвалась далеко вперед. Численность германской боевой авиации достигла 3600 боевых самолетов. Сталину в марте 1939 года было ясно, что такое количество боевых самолетов свидетельствует о неизбежности войны. Так оно и случилось. В том же 1939 году Гитлер начал борьбу за мировое господство. Если 3600 боевых самолетов мы определяем термином «бешеная гонка авиационных вооружений», то как бы нам назвать основную серию Иванова? Если 3600 гитлеровских боевых самолетов достаточное свидетельство неизбежности всеобщего военного столкновения, то о чем в этом случае может свидетельствовать подготовка к выпуску только одного типа 100 тысяч боевых самолетов. Глава 12. Инкубатор Центральная Россия – это очаг мировой революции. Иосиф Сталин. Правда. 10 ноября 1920 года. 25 января 1931 года девятый съезд комсомола бросил в массы крылатый лозунг «Комсомолец на самолет». Не подумаем, что кто-то комсомольскому съезду намекнул или подсказал. Совсем нет. Представители юного племени сами решили учиться летать на планерах и самолетах. Это были славные времена. В стране свирепствовал голод, организованный товарищем Сталиным и другими товарищами. В стране, способной кормить себя и пол мира, процветало людоедство и трупоедство. В те трудные, но героические времена нашлись средства, чтобы открыть десятки новых аэроклубов с сотнями учебных самолетов. Нашли средства на инструкторов и механиков, нашли свалютные запасы на парашютный шелк и на мудреные приборы. И работа закипела. Энтузиасты, комсомольцы в свободное время в клубах и секциях добровольного общества Осалияхим осваивали авиационные и не только авиационные профессии. Подготовка летчиков начиналась на планерах. Овладевшие планером пересаживались на самолет, а лучшие и закончивших аэроклубы по рекомендации комсомола шли в учебные заведения военно-воздушных сил, имея уже и теоретические знания, и летный стаж. Но летчиков не хватало. Осаалиахим наращивал темпы производства, а комсомол направлял в авиационные клубы все новые и новые тысячи молодых энтузиастов. Страну поразил авиационно-планерный психоз, который свирепствовал параллельно парашютному, дополняя его и усиливая. 22 февраля 1935 года газета «На страже» опубликовала рапорт Сталину. 138 416 человек умеют летать на планерах. Коммунистическая партия и лично товарищ Сталин выразили удовлетворение достижениями Осавиахима, но были высказаны пожелания, не пора ли переходить уже и к массовой подготовке планеристов. Намек был понят. Год на предварительные работы, и 31 марта 1936 года ЦК Комсомола и ЦК Осавиахима принимают постановление о массовом планерном спорте. Удивительное постановление. Каждый желающий может прочесть его в газете «На страже» от 16 апреля 1936 года. Подготовка планеристов в нашей стране стала действительно массовой. Но планеристы — это только исходный материал, из которого готовят летчиков. 9 декабря 1936 года «Комсомольская правда» публикует призыв подготовить 150 тысяч летчиков и соответствующее количество технического персонала. В 1936 году Сталин отдал секретный приказ о разработке самолета Иванов и о выпуске его серии в 100-150 тысяч. И в том же 1936 году юное племя решает подготовить 150 тысяч пилотов. Это, конечно, совпадение, но чисто советское. Осо авиахим растет и мужает. В конце 1939 -го года в его составе было четыре школы по подготовке инструкторов, 12 авиационно-технических, 36 планерных клубов и 182 аэроклуба. Сколько было самолетов в Осавиахиме, я не знаю, но аэроклуб — это прежде всего аэродром. Не думаю, что на аэродроме был один единственный самолет. Не думаю, что было и два. Зачем аэродром строить ради двух самолетов? Но даже если на аэродроме было всего по паре самолетов, то и тогда их набирается изрядно. Можно и из с другой стороны прикинуть. Сколько учебных самолетов требуется, скажем, для подготовки тысячи летчиков, а для подготовки 150 тысяч? Здесь самое время вспомнить, что Советский Союз — страна победившего социализма. В стране частная собственность ликвидирована, и поэтому не могло быть частной инициативы. В стране все национализировано, все подчинено государству, и потому только с разрешения государства могла быть выделена земля для аэродромов. И самолеты строили только государственные предприятия, и распределялись самолеты только государством, как и самолетный бензин, как людские резервы, как все остальное. Кто-то в нашем государстве щедрой рукой отпускал Оса Авиахиму все, что это прожорливое дитя требовало, а Оса Авиахим исправно выдавал продукцию. К началу 1941 года было подготовлено 121 тысяча летчиков. Военно-исторический журнал 1984 год, номер 6, страница 5. Выходит, план не выполнили? План выполнили. Просто. Осавиахим не единственная организация, которая готовила летчиков, и даже не главная. Летчиков готовили также учебные заведения РКК, РККФ, ГВФ. В те времена гражданская авиация была организацией скромной по размерам. ГВФ имел основной задачей обслуживать нужды руководства, НКВД, наркомата связи и некоторых других учреждений. Массовых перевозок пассажиров не было, и они не предполагались в обозримой перспективе. Вся система ГВФ к началу войны имела 3927 человек летно-подъемного состава, включая и бортпроводниц. Однако эта небольшая, но богатая организация имела потенциал. Она могла готовить летчиков, в том числе военных, и она готовила. 2 сентября 1935 года было принято правительственное решение отбирать и принимать курсантов в летные и технические учебные заведения ГВФ на тех же условиях, что установлены для учебных заведений ВВС. Другими словами, в случае необходимости все, что подготовлено для ГВФ, могло быть использовано в военной авиации. 5 ноября 1940 года было принято еще одно решение правительства, которое по существу превращало ГВФ во вспомогательную организацию ВВС. На главное управление ГВФ была возложена задача в течение 1941 года подготовить тысячи пилотов для укомплектования ими в последующем школ ВВС. С этой целью Главное управление ГВФ в феврале-апреле 1941 года развернула десятки учебных эскадрилей, в которых обучались тысячи курсантов. Они получили дополнительно 1048 учебных самолетов. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 43. Учебных эскадрилий в составе ГВФ было создано 47, в каждой по 250 курсантов. 1048 учебных самолетов, которые получены дополнительно, тоже внушительно, и еще тысячи курсантов — это один выпуск. А что планировалось после первого выпуска? Мило у товарища Сталина. 47 учебных эскадрилий готовят тысячи пилотов для ВВС, а со стороны для гражданского воздушного флота и юношам нашим все дороги, все пути открыты. Выбирай, что нравится. Хочешь в военную летную школу иди, а не хочешь быть военным летчиком, иди в гражданскую летную школу, все равно станешь военным. Одним словом, усилиями разных организаций задачу подготовки необходимого количества пилотов выполнили. Тысячи комсомольцев добровольно и по специальным комсомольским наборам пришли в летные и технические школы военно-воздушных сил и ГВФ. Комсомол поставил перед молодежью задачу, всемерно развивая массовый авиационный спорт, подготовить 150 тысяч летчиков-спортсменов. Эта задача оказалась по плечу нашим юношам и девушкам. Здравствуй, небо, страница пятая. Тут самое время задать вопрос, а кому нужны 150 тысяч пилотов и для чего? А ведь подготовка пилотов совсем не единственное занятие ОСАА и подобных учреждений. Помимо пилотов шла массовая подготовка штурманов, авиатехников, мотористов, радистов, метеорологов, специалистов многих других профилей. Был, как мы уже знаем, подготовлен миллион парашютистов. Правда, с парашютистами проще, есть объяснение, зачем их готовили. Подробное объяснение дается в книге «Первый ледокол». Два британских автора, Грегори и Бетчерл, выпустили в 1978 году книгу и очень доходчиво объяснили в ней, что миллион советских парашютистов — это просто увлечение, национальное хобби, люди прыгали в свое удовольствие, очень даже убедительно. Но можно и возразить. Если б коммунистическая партия дала голодающим детям по буханке черняшки, удовольствие было больше, а смертей меньше, да и дешевле бы обошлось. Итак, миллион парашютистов эксперты объяснили, а вот зачем коммунисты готовили 150 тысяч пилотов, пока никто не объяснил и не пытался объяснить. Ясно, что не для гражданской авиации. Учреждения ГВФ, как мы уже видели, имели малую потребность в летчиках. Возможности ГВФ были использованы не столько и не только для удовлетворения внутриведомственных потребностей, сколько для производства тысяч пилотов, так сказать, на экспорт, то есть для Красной армии. Ясно также, что массовую подготовку пилотов не объяснить национальным хобби и прочими коммунистическими выдумками. И вот почему комплектовать аэроклубы и летные школы можно было по принципу добровольного выбора или по неисчислимому множеству других принципов. У неисчислимого множества других принципов есть одна общая черта – они не добровольные. Прочитаем любой восторженный рапорт о великих свершениях нашей молодежи в те славные времена и обязательно обнаружим, что кроме принципа добровольного выбора использовались и другие комсомольские наборы, мобилизации и так далее. Не уходя далеко, прочитаем еще раз цитату из книги «Здравствуй, небо», по которой минуту назад скользнул наш взгляд. Тысячи комсомольцев добровольно и по специальным комсомольским наборам пришли в летные технические школы военно-воздушных сил и ГВФ. Так о каком удовольствии речь, если комсомольцы загоняют в самолет? Как ни крути, а готовили 150 тысяч пилотов не ради их удовольствия. И не для развития гражданской авиации, а для пополнения летных школ военно-воздушных сил. В конечном итоге в ВВС судьба сводила того, кто искал романтики в небе, с тем, кто романтики не искал. Того, кто хотел стать военным летчиком, с тем, кто хотел стать гражданским летчиком, и даже с тем, кто вообще от всего этого хотел остаться в стране. Статистика подготовки военных летчиков в СССР пугает каждого, кто с ней знакомится. За первые две пятилетки 1927-1937 годы в СССР было подготовлено 50 тысяч военных летчиков и штурманов. Генерал-майор авиации Шумихин, советская военная авиация 1917-1941 годов, страница 177. Это на целый порядок выше, чем в любой другой великой авиационной державе. Понятно, пока готовили одних, другие выбывали, но пополнение резко превышало убыль. Подготовка военных летчиков осуществлялась неравным количеством каждый год. По нарастающей. Подготовка 50 тысяч летчиков за 10 лет была осуществлена летными школами ВВС количество которых тоже возрастало и к 1937 году достигло 12. Военные летные школы морской авиации мы сейчас пока не считаем. Кроме летных школ в составе ВВС была и Академия для подготовки высшего командного состава. На 1 января 1940 года летных школ ВВС стало 18, на 1 сентября 1940 года 28, а Академия разделена на две самостоятельные Академии. Через три месяца количество летных школ и училищ достигло 41. Но, может быть, это маленькие летные школы? Маршал авиации Красовский был генерал-майором авиации и командовал одной из таких школ. Две тысячи курсантов. «Жизнь в авиации», страница 111. Так может быть, Красовский командовал какой-то особой школой, исключительной? Опять же нет. Наконец, конец декабря 1940 года в учебных заведениях ВВС было 6053 учебных самолетов. ЦГАСА, Центральный государственный архив Советской армии, фонд 29, опись 31, дело 107, лист 28. Выходит в среднем по 147 учебных самолетов на каждую летную школу. По современным стандартам 120 самолетов это авиационные дивизии. По стандартам того времени 120 самолетов это два авиационных полка, а 6 тысяч самолетов это ровно 100 учебных авиационных полков. Если учебных самолетов в каждой летной школе за сотню, значит курсантов за тысячу. Шесть тысяч учебных самолетов. Это только в учебных заведениях ВВС, а флот имел свою авиацию и свои собственные учебные заведения с учебными самолетами. Понятно, мы сейчас не говорим об учебных самолетах в строевых частях ВВС и флота, в ГВФ, Осавиахими, НКВД, и так далее. Кремлевские историки любят подчеркивать дикую нехватку учебных самолетов. Нехватка действительно существовала, ведь хотелось и учебных, и боевых самолетов еще больше, еще больше, еще больше. А если посчитать количество, то получается, что одних учебных самолетов в Советском Союзе было больше, чем в Германии учебных, боевых и транспортных вместе взятых. Итак, в 1941 году Советский Союз имел 41 летное учебное заведение. Сталину мало, но что делать? До 1940 года можно было увеличивать число курсантов в каждой летной школе. Эта возможность исчерпана. Каждая летная школа просто забита курсантами, так что больше не впихнуть. Маршал авиации Красовский свидетельствует, летные школы работали на полную мощность. Полеты днем и ночью, без выходных и праздников, и он не одинок в подобном свидетельстве. Оставались две возможности увеличить выпуск военных летчиков. Первое создавать новые летные школы, второе увеличить количество выпускников за счет качества подготовки, за счет сокращения времени обучения. Одно дело держать курсанта в стенах училища три года, другое дело один год. На одном учебном месте при тех же затратах можно подготовить не одного летчика, а троих. А если сократить срок до шести месяцев, то вместо одного летчика можно подготовить шестерых. Какой же вариант выбрать? Начальник ВВС, генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов, 7 декабря 1940 года на заседании Главного военного совета предложил использовать оба варианта одновременно. С 1 января 1941 года до 1 мая количество летных учебных заведений ВВС было увеличено. На 1 мая в составе ВВС было три военных академии, две высшие школы штурманов, курсы переподготовки командного состава, 16 технических и 88 летных училищ и школ. Кроме того, 6 ноября 1940 года были созданы спецшколы ВВС в системе наркомата просвещения. Это подготовка мальчишек к поступлению в летные учебные заведения ВВС, но это мы не считаем. Это ведь не армия, а чисто гражданское ведомство. Собрав сведения о количестве летных школ ВВС и количестве курсантов, лично я подверг все данные сомнению. Да и как всему этому верить? Думаю, что я не одинок. Поэтому, если моему читателю тоже не верится, рекомендую простой способ проверки. За время войны и предвоенных конфликтов более 2400 советских летчиков стали героями. А каждому из них легко узнать, где и когда его готовили. Начните собирать эти сведения. И вы быстро убедитесь, что летных школ было за 50, за 60, за 70. Второй способ. Бывшие фронтовики ищут однополчан и однокашников. Например, через Красную Звезду, это целая информационная река, эти сведения, и не только об авиации, собирайте и обрабатывайте. Ужасно увлекательно, если втянуться, если делать эту работу годами. А еще можно собирать биографии знаменитых генералов и маршалов авиации, там тоже есть что почерпнуть. Количество военных летчиков с трудом поддается воображению, но каждый, кто самостоятельно собирает сведения о размахе подготовки летных кадров для Красной армии, согласится. Летных училищ и школ было много, и работали они в стахановском ритме. Но даже поверив этим цифрам, сомнения развеять нелегко. Просто непонятно, как это можно за три месяца построить хотя бы десять авиационных школ. Школа это и аэродром, и ангары, и мастерские, и склады, и капитальные корпуса. Школа это коллектив инструкторов, механиков, ремонтников, специалистов многих других профилей. Как же можно все это укомплектовать за такие короткие сроки? Секрета нет. Десять лет не жалел Сталин средств на развитие аэроклубов Осавиахима. Организация была добровольная в советском понимании, но полувоенная, а высшее руководство чисто военное, во главе с генерал-майором авиации Павлом Кобелевым. Превратить добровольные полувоенные клубы в не очень добровольные летные школы ВВС просто? Ибо именно такое превращение планировалось изначально. За десять лет все было подготовлено и годами обкатано, и персонал на месте, его только к присяге привести и переодеть, и аэродром есть, и ангары, и мастерские, и самолеты. Капитальных корпусов нет, но обойдемся бараками, уж бараки там мы строить обучены. Ставь косяки бараков на краю летного поля, вот тебе и летная школа. И третья академия ВВС создавалась по той же методике. Правда, для Академии были заранее возведены капитальные корпуса, рассказывает генерал-полковник авиации Пономарев. Перед войной он был генерал-майором авиации, и вот посылают его в Ленинград, там построен комплекс Института инженеров ГВФ. Деньги в гражданскую авиацию товарищ Сталин вкладывал большие. Учебные корпуса, лаборатории, общежития, по последнему слову. Идет генерал-коридорник. В военной академии все стояли бы по струнке, а тут даже не замечают. Он так в мемуарах и пишет — по струнке. Ничего, всему свое время. Встречает генерал своего бывшего профессора. Александр Пономарев, глядите, каким стал генерал. Он обнял меня. Какими судьбами? Да вот вместе работать будем. Здесь, но вы же военный. Скоро в этом доме все военными будут. Покорители неба, страница 82. Так в составе ВВС появилась третья академия. И именно таким же образом были созданы все летные школы. Сначала вкладываем деньги в добровольный аэроклуб, а в одно прекрасное утро меняем вывеску. Но пилотов все равно не хватало. И тогда было решено урезать сроки подготовки. Официальная история гласит решением партии и правительства, а если открытым текстом — решением Сталина и Молотова. Раньше летчиков и штурманов готовили в военных училищах по трехлетней программе, не считая предварительной подготовки в ОСА И вот было решено оставить только четыре летных училища с полным сроком обучения, но полный срок сократить до двух лет в мирное время, до одного года в военные. 55 летных училищ преобразовать в летные школы с короткой программой. В мирное время 9 месяцев, в военное время 6. 29 летных школ с предельно короткой программой 4 месяца в мирное время, 3 в военное. Всех этих премудростей поступающий не знал и права выбора не имел. Все зависело от чистой случайности, куда направит. Понятно, были приказы лучших в летные училища, середняков в летные школы с короткой программой, а что осталось в школы с предельно короткой программой. Но мне плохо верится в то, что такие приказы в точности исполнялись. Если на подготовку летчика времени совсем не отпускают, то уж на предварительный отбор тем более. В четырех летных училищах готовили летчиков, которые в перспективе могли стать командирами звеньев, Эскадрилей полков. В 55 школах с короткой программой готовили ведомых для истребительной авиации, которые в перспективе могли стать ведущими, и вторых пилотов для бомбардировочной авиации, которые в перспективе могли превратиться в первых пилотов. А в 29 школах с предельно короткой программой готовили ведомых истребительной авиации, и вторых пилотов бомбардировочной авиации, которые в перспективе ни в кого не могли превратиться. Посмотрел я программы обучения всех этих училищ и школ, и у меня лично сомнений нет, на убой соколиков готовили. Создается обманчивое впечатление, что основную массу летчиков решили готовить в 55 школах с короткой программой, 55 больше двадцати девяти, но именно двадцать девять летных школ с предельно короткой программой стали основной кузницей летных кадров. Посчитаем. Для упрощения вычислений представим себе, что каждая летная школа имеет по одной тысячи курсантов. В этом случае... 55 летных школ с короткой программой за 41 год подготовят 55 тысяч пилотов, выпустят их и начнут подготовку нового набора. А вот 29 школ с очень короткой программой. За год мирного времени способны сделать три выпуска по 29 тысяч в каждый. Три выпуска 87 тысяч пилотов. Но летные школы имели не по 1 тысячи курсантов, а по полторы тысячи, а то и подвиг. Так что. Перевес в пользу летчиков, подготовленных по предельно короткой программе, был еще более ощутимым. И пусть нас не обманут слова «в военное время три месяца, в мирное — четыре». Невелика разница. Если большую часть пилотов готовят за четыре месяца, то это уже не мирное время. Этому факту одно объяснение. С 7 декабря 1940 года советская авиация работала в режиме военного времени. Любознательным рекомендую найти сведения о подготовке японских летчиков-смертников во время войны. Очень поучительное сравнение. И девять месяцев подготовки по короткой программе пусть нас не обманут. Нельзя полноценно подготовить летчика за девять месяцев. Нельзя. Кстати, некоторые из летных школ — которые должны были готовить летчиков по девятимесячной программе, сразу переключались на программу военного времени шестимесячную. Кировобадская летная школа тому яркий пример. Даже и те немногие двухгодичные училища, нас пусть не обманут, объявили в мирное время два года, в военное один, теория, а вот практика. Все двухгодичные авиационные учебные изведения преобразовались в одногодичные. Шумихин, советская военная авиация, страница 233. Можно было объявить программу мирного времени хоть семилетней, все равно по программе мирного времени никто уже не учился. Теперь представим себе, что мы с вами открыли ферму по разведению петухов или еще какой живности. Производительность нашего инкубатора, скажем, 150 тысяч петушков в год, а вообще-то больше. Один год производим, второй год, третий. Не будем философствовать на тему много это или мало, все относительно. Подумаем лучше над вопросом чисто практическим, что с ними потом делать. Подумаем о реализации готовой продукции, о сбытии, а то задаваемся. А то получится самое настоящее перепроизводство, которое бывает у капиталистов. Но мы-то не капиталисты. У нас хозяйство плановое, и избыт у нас планируется заранее. Ну а теперь шутки в сторону. Если 7 декабря 1940 года авиационный инкубатор пустили на полную мощь, значит Сталин решил начинать войну в 1941 году. Если Сталин войну не начнет, то уже к осени 41-го года пилотов-недоучек некуда будет девать. Это когда-то мечтали о 150 тысячах пилотов, а в 1940 году такие мощности развернулись, что только годовая производительность превышала 150 тысяч. Все коммунистические историки вынуждены признать, что Сталин готовил агрессию но, говорят они, на сорок второй год. Если так, то следовало конвейеры придержать и пилотам-недоучкам увеличить срок обучения. Количество нам в любом случае хватает, а качество возрастет. Но Сталин исходил из других сроков. Ему нужны были выпускники уже в 41-м году и массами. А может быть, робко говорят некоторые историки, Сталин готовился к отражению агрессии. Может быть, все эти пилоты готовились для оборонительной войны, так сказать, для будущей великой Отечественной. Обратим внимание на даты. Гитлер принял окончательное решение напасть на Сталина 18 декабря 1940 года. Но германская промышленность не перешла на режим военного времени, и летчиков в Германии готовили по вполне нормальным программам. Сталин принял окончательное решение напасть на Германию раньше. Перевод авиационного инкубатора на военный режим 7 декабря 1940 года тому доказательство. А если по большому счету, то создание сталинского авиационного инкубатора началось за 10 лет до 1941 года, еще в 1931 году, когда был брошен лозунг-комсомолец на самолет. В тот момент Гитлер еще не пришел к власти в Германии и мог вообще не прийти. А Сталин уже тогда готовил смертельный удар по Германии, независимо от того, будет у власти Гитлер или кто другой. Глава 13. О а 186-й стрелковой дивизии. Эта война вызовет, как мы твердо верим, пролетарскую революцию. Троцкий, бюллетень оппозиции, август-сентябрь 1939 года. В ходе гражданской войны Красная Армия росла. Одни дивизии погибали, другие создавались, общее количество увеличилось. Вершины своей мощи Красная Армия достигла к началу 20 -го года — 64 стрелковых и 14 кавалерийских дивизий. Маршал Советского Союза Соколовский. Военная стратегия. Страница 163. После гражданской войны Красная армия была резко сокращена. Однако количество стрелковых дивизий не уменьшилось, а возросло. Это не чудо. Просто солдат отпустили по домам, а дивизии превратили в территориальные. Штабы и командиры есть, а солдат нет. Территориальная дивизия — своего рода каркас, который в случае учений, стихийных бедствий или войны надо наполнить солдатами, призвав под знамена резервистов. Создание новых дивизий без солдат не требовало больших затрат и не отрывало пахаря от земли. В 1923 году была сформирована стрелковая дивизия под номером Сотым В то время стрелковых дивизий без солдат действительно было около ста, но все же их было не сто. Поэтому присвоение такого большого номера было натяжкой и своего рода бахвальством. Вон их у нас сколько сотая стрелковая дивизия своим номером как бы подчеркивала верхнюю грань и в мирное и в военное время, как показал опыт гражданской войны, столько стрелковых дивизий было достаточно. Помимо стрелковых дивизий, Красная Армия имела еще и кавалерийские дивизии, которые имели свою собственную систему номеров. Сотую стрелковую дивизию, как и первую московскую пролетарскую стрелковую дивизию, содержали в лучшем виде. Этими номерами как бы окружена вся Красная Армия. Можно отчетливо видеть стремление высшего командования, показать, что в Красной Армии везде от 1 до сотой революционный порядок. Если везде железный порядок установить не получалось, то, по крайней мере, в первой и сотой дивизиях он был. Совсем не случайно в ходе войны 100 сотая стрелковая дивизия, самая первая была удостоена гвардейского звания и стала называться Первой гвардейской стрелковой. А первая московская пролетарская к началу войны стрелковой была превращена в мотострелковую и в ходе войны стала первой гвардейской московской мотострелковой дивизией. В 20-х и 30-х годах количество стрелковых дивизий в Красной армии то слегка сокращалось, то увеличивалось. В системе номеров дивизий то возникали, то заполнялись пустоты. Но сотая стрелковая дивизия так и оставалась как бы верхним рубежом Красной Армии. С начала 30-х годов Красная Армия начала сначала незаметно, а затем все быстрее нарабатывать мускульную массу. Территориальные дивизии без солдат понемногу превращались в кадровые дивизии с солдатами. Процесс шел все быстрее. К концу 1937 года добрая половина стрелковых дивизий была переведена из территориальных в кадровые, а к концу 1938 года все дивизии стали кадровыми. И получилось, что в начале августа 1939 года Красная армия имела 96 стрелковых и одну мотострелковую дивизию. И все они были не территориальными, а кадровыми. 96 кадровых стрелковых дивизий это больше, чем в самый пик гражданской войны, когда режим боролся за свое существование. 1 сентября 1939 года германская армия напала на Польшу. Эту дату официально принято считать началом Второй мировой войны. Этот день столь ужасен и трагичен, что все остальное, случившееся в тот день, оказалось в тени. А между тем... В тот самый день в Москве четвертая внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон о всеобщей воинской обязанности. Немедленно началось развертывание новых стрелковых дивизий. Пустоты в ряду номеров с первого до сотого заполнили, и тут же появились стрелковые дивизии с номерами 101, 102, 103, а потом и 110-я. 111, 120, 130. Чтобы не ходить далеко за примерами, рассмотрим процесс развертывания на примере знаменитой первой московской пролетарской стрелковой дивизии. В сентябре 1939 года штаб дивизии переформирован в штаб стрелкового корпуса. Два полка из состава дивизии превращены в 115-ю и 126-ю стрелковые дивизии. Новый стрелковый корпус немедленно был переброшен на западную границу и 17 сентября уже участвовал в освободительном походе на Польшу. А еще один полк из состава первой московской пролетарской дивизии был оставлен в столице, и на его базе развернута новая первая пролетарская стрелковая дивизия. Таким образом, была одна дивизия, стало три и управление стрелкового корпуса. Именно так делалось в других местах. Полки превращались в дивизии, дивизии в корпуса. Заглянем в исторические формуляры наших прославленных дивизий и удивимся, многие из них создавались одновременно. Не забираясь в большие номера, вторая гвардейская таманская гвардейское звание и соответствующий номер получен на войне, а создавалась она как 127-я стрелковая дивизия в сентябре 1939 года. Когда номера дивизии взлетали все выше и выше, проверяем наугад, 112-я, 123-я,

С осени 1939 года началось развертывание всех родов сухопутных войск. Формировались десятки новых дивизий. Советские вооруженные силы, страница 242. Процесс создания новых дивизий начинался не плавным наращиванием, а рывком. Только за сентябрь 1939 года номера стрелковых дивизий подскочили от 100 до 186. Необходимое уточнение. Цепь номеров от 101 до 186 полка не была сплошной, иногда встречались пропуски, но в июне сорокового года Гитлер вошел во Францию, беззаботно повернувшись к Сталину спиной, а Сталин отдал приказ о формировании новой волны стрелковых дивизий, и все пустоты в нумерации были быстро заполнены. Еще одна волна развертывания стрелковых дивизий — прокатилась в феврале-марте 41-го года, когда номера проскочили цифру 200, и их понесло выше. Посмотрим, как создавалась, например, двухсотая стрелковая. Начнем с командира. Звали его Иван Ильич Людников, родился в 1902 году. Окончил пехотную школу, командовал взводом, ротой, был начальником штаба батальона, поднялся во время Великой чистки. В 1938 году окончил Академию имени Фрунзе и был направлен в Генеральный штаб. 19 августа 1939 года был отдан приказ о создании многих новых военных училищ, в том числе и пехотного училища в Житомире, начальником которого был назначен Людников. 22 февраля 1941 года Нарком обороны отдает секретный приказ о досрочном Выпуски курсантов военных училищ Выпуск проведут и без начальников, а начальники училищ назначаются командирами вновь формируемых дивизий. Начальник Житомирского пехотного училища, полковник Людников, 10 марта 1941 года получает приказ прибыть в штаб Киевского особого военного округа и начальник штаба округа генерал-лейтенант Пуркаев зачитывает ему приказ о назначении командиром 200-й стрелковой дивизии, которую ему приказали формировать. Я понял, что ждать больших событий осталось недолго, и поспешил в организационно мобилизационный отдел. Людников сквозь грозы, страница 23. В мобилизационном отделе штаба округа мне сказали, «Ваша дивизия вон в том углу, забирайте». Поднимаю с пола опечатанный мешок с биркой. Двухсотая стрелковая дивизия, почтовый ящик 1508. Содержимого в мешке немного. Кто-то даже пошутил, не шапка Мономаха. А Срок формирования новой дивизии был жестким. Людников, дорога длиной в жизнь, страница третья. Итак, полковник в возрасте 38 лет. Через 4 года станет генерал-полковником. Он вполне справился с поставленной задачей в 1941 году, как справлялся со всеми задачами в ходе войны. Начав с нуля, с одного полупустого мешка Людников сформировал дивизию, провел боевое сколачивание подразделений, частей, штабов и тыловых органов, и к началу июня 200-я стрелковая дивизия была укомплектована личным составом по штатам военного времени и имела все средства вооружения. Военный исторический журнал, 1966 год, номер 9, страницы 66-67. Это означает, что в 200-й стрелковой дивизии было 14 438 солдат офицеров, сотни орудий и минометов, 558 автомобилей, танки, бронеавтомобили и так далее, и так далее. История мобилизации поражает каждого, кто ее изучал, точностью и слаженностью процесса подготовки Красной Армии к нападению. В начале с августа 1939 года основные силы брошены на подготовку офицерских кадров. Затем досрочный выпуск, формирование второй и третьей волн резервных дивизий, переброска войск с Дальнего Востока, из Забайкалья, Сибири, из Средней Азии, с Кавказа и за Подробно об этом автор пишет в книге «Первый ледокол». Примечание редакции. В этом потоке был и 31-й стрелковый корпус, перебрасываемый с Дальнего Востока, в состав которого должна была войти 200-я стрелковая. И гремит сообщение ТАСС от 8 мая 1941 года о том, что мы никаких войск с Дальнего Востока не перебрасываем, а они прибывают. Среди них и 31-й стрелковый корпус. 200 стрелковая полковника Людникова входит в его состав и проводит последние учения. И, наконец, сообщение ТАСС от 13 июня. И вот дивизия поднята по боевой тревоге и получила приказ в несколько ночных переходов, тщательно маскируясь в лесах днем, совершить марш к приграничному городу Ковелю. Провожать дивизию вышло все население города. Самые горячие заверения, что мы идем на учение, не могли утешить наших матерей и жен, предчувствие близкой беды не обманул их. Целуя жену и детишек, я почти не сомневался, что ухожу на войну. Людников, дорога длиною в жизнь. Страница четвертая. А потом последовало внезапное нападение. Меня всегда удивляла эта нестыковка. Миллионы людей знали, что идут на войну, и жены их знали, и матери, и отцы, и дети знали, но германского нападения никто не ждал, оно для всех было внезапно. Генерал-полковник Людников — толковый командир. В 1945 году он продемонстрирует высший класс мастерства при разгроме японских дивизий, которые нападения не ждали. Но как состыковать факты? В марте 1941 года Людникова вызывают в мобилизационный отдел штаба приграничного округа и приказывают формировать дивизию с номером, который вдвое больше самого большого. Он формирует дивизию по штатам военного времени с пониманием, что больших событий ждать недолго. Когда 200-я дивизия пошла к границе Людников, и все вокруг понимают, что идут на войну, и при всем этом германского нападения никто не ждал. Оно для всех было внезапным. А ведь все просто. Все знали, что война будет, все ждали войну, но без германского нападения. К загадочному предчувствию войны, которое ощущали десятки миллионов советских людей, есть смысл вернуться отдельно, а сейчас к нашим дивизиям точнее к дивизиям, корпусам, армиям и фронтам. Если создаются десятки и сотни дивизий, то ими надо управлять. Некоторые дивизии оставались отдельными, то есть напрямую подчинялись штабам армии или военных округов, но в большинстве случаев две, три, четыре дивизии составляли стрелковый корпус. Вот почему вместе с количеством дивизий росло и количество стрелковых корпусов. К лету 1939 года в Красной Армии было 25 стрелковых корпусов. Осенью их количество удвоилось. Номера стрелковых корпусов поползли вверх и быстро перескочили цифру 50, а потом и 60. Но и корпусами надо управлять. И потому сентябрь 1939 года богат на урожай новых армий. Во всей этой истории меня заинтересовала другая, на первый взгляд, совсем мелкая деталь. Советские дивизии и корпуса в массовом порядке были развернуты в сентябре 1939 года. Днем рождения полка, дивизии, корпуса в Красной армии считается день вручения боевого знамени. Но знамя нельзя вручить пустому месту. Это как на боевом корабле. В его истории записан день, когда был впервые поднят военно-морской флаг. Но чтобы флаг поднять, надо предварительно корабль построить, а строительство начинается с закладки, а если быть до конца точным с проекта, так и с дивизии. Прежде чем ей вручить боевое знамя, надо ее сформировать, а формирование начинается с назначения командира. Меня заинтересовал не момент вручения боевого знамени, а момент, когда в дивизии появился самый первый человек, командир, Поэтому приказано из ничего сделать дивизию. Дивизии в те времена росли густо, неудержимо, быстро, как бамбуковые побеги после тропического ливня. Из всех дивизий, о которых известно, что они были сформированы в сентябре 1939 года, я выбрал одну, с самым большим номером, 186-ю и начал искать день первого ее упоминания в документах. День, когда дивизии еще не было, но командир был назначен. Получил тощий опечатанный мешок с биркой 186-я СД и приказ на формирование. Командиром 186-й стрелковой дивизии был полковник 4 июня 1940 года генерал-майор Бирюков. Оставалось найти дату, когда его назначили командиром. На поиск даты я потратил три года, но время не пропало даром, искал одно, а попутно находил много другого, тоже интересного. И, наконец, нашел то, что искал. Приказ о формировании 186-й стрелковой дивизии и назначении командира был подписан 19 августа. 1939 года. Я не спал до рассвета, пел песни, смотрел в небо, читал старые стихи. Это была радость одинокого альпиниста, поднявшегося на вершину, на которой никто не бывал. Может быть, никому мои находки не нужны, может быть меня не поймут, но для себя лично я сделал пусть маленькое, но еще одно открытие. А на утро надо было начинать новую работу, догадку эту подтвердить или опровергнуть. Могло же быть такое, что взял Сталин и приказал 19 августа 1939 года создать всего лишь одну дивизию, сразу прыгнув с номера сотого на номер 186. Пришлось проверить многие другие дивизии, и послужные списки маршалов и генералов, которые в августе 1939 года еще не были маршалами и генералами, а были всего лишь перспективными полковниками. Да и вообще в 1939 году генералов в Красной Армии не было, а были комбриги, комдивы, комкоры. Проверить формулу легче, чем ее вывести. Но проверил и подтвердился. В сентябре 1939 года создавались десятки новых дивизий и корпусов, а решение об их создании и назначении командиров было принято 19 августа 1939 года. Вот несколько примеров. Каждый желающий может набрать их десятками. Камбрик пшенников в последующем генерал-лейтенант 19 августа 1939 года стал командиром 142-й стрелковой дивизии. Дивизии пока не существовало, но командир был назначен и к формированию приступил. Полковник Крейзер в последующем генерал армии в тот день стал командиром 172-й стрелковой дивизии. Камбрик Дашичев, в последующем генерал-майор, стал командиром 47-го стрелкового корпуса. Комкор Голиков, в последующем маршал Советского Союза, в августе 1939 -го года получил приказ сформировать и возглавить шестую армию. Не только, не только дивизии корпуса в тот момент формировались, ноги армии. Полковник Бирюзов, последующий маршал Советского Союза, 19 августа 1939 года стал командиром несуществующей еще 132-й стрелковой дивизии. Камбрик Березин, с 5 июня 1940 года генерал-майор, в тот день назначен командиром 119-й стрелковой дивизии. Дату можно прочитать совершенно открыто, например, в военно-историческом журнале 1910. 86-й год, номер 2, страница 86 -я. и эта дата 19 августа 1939 года. Список этот можно продолжать томительно долго. Думаю, этих примеров достаточно, чтобы понять. 19 августа 1939 года Сталин приказал количество стрелковых дивизий удвоить. Их и так было больше, чем в любой армии мира. Удвоить означало, что предмобилизационный период завершен и начата мобилизации. И тогда, и 50 лет спустя, факт начала мобилизации скрывался, ибо это была тайная мобилизация. Для маскировки 2 сентября была объявлена частичная мобилизация если она была частичной, то следовало однажды объявить о ее окончании и демобилизации. Но частичную мобилизацию никто не остановил и демобилизацию не объявил. И она продолжалась, набирая силу и скорость. Тайная мобилизация проводилась под руководством начальника генерального штаба, маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Того самого, который понимал сам и убедил Сталина, что частичной мобилизации быть не может. Она может быть только всеобщей, и что мобилизация является не шагом к войне, а самой войной. 19 августа 1939 года Европа исчезла мирной жизнью, а Сталин уже принял решение и запустил машину мобилизации в необратимое движение, которое в любом случае и при любом международном раскладе делало Вторую мировую войну совершенно неизбежной. Многие историки думают, что сначала Сталин решил подписать с Гитлером мир, а потом решил готовить внезапные нападения на Германию. Но факты открыли и подтвердили мне, что не было двух разных решений: подписать мир с Германией и окончательно решиться на неизбежное вторжение в Германию — это одно решение, это две части единого замысла. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу. И эта дата официально считается началом Второй мировой войны. Пусть же этот трагический день так и останется официальной датой начала Второй мировой войны. Гитлер — злодей и чудовище. Но давайте не забудем, что существовало в мире и другое, более хитрое чудовище — Сталин. Не знаю, когда намеревался Гитлер начать Вторую мировую войну. Но в сентябре 1939 года Германии нападать на Польшу было нельзя. Нельзя, потому что это могло повлечь за собой войну и морскую блокаду со стороны Британии и Франции. Именно так и случилось. И Гитлер должен был предвидеть и рассчитать последствия своих действий. Для войны на море Германия должна была иметь мощный флот. В 1939 году Германия его не имела. Германская кораблестроительная программа предусматривала ввести в состав флота шесть линкоров, к 44 году, 4 тяжелых крейсера к 43 и еще 4 к 45-му, 4 легких крейсера к 44-му и еще 13 к 48-му году, 2 авианосца к 41-му году и еще 2 к 47-му и такие же сроки отводились и на строительство подводного флота. В любом случае Гитлер должен был отложить нападение на Польшу на 44-45-й годы. Без меня доказано, что в 1939 году Гитлер не имел намерения начинать европейскую, тем более мировую войну. Без меня доказано, что промышленность Германии в 1939 году работала в режиме мирного времени. И не было намерений и планов переводить ее на режим военного времени. Доказано и то, что 3 сентября 1939 года Гитлер был потрясен, узнав, что Британия и Франция объявили ему войну. Гитлер такого оборота событий не предусматривал. А Сталин 19 августа 1939 года принял такие решения, которые уже нельзя было отменить, которые не оставляли Советскому Союзу никакой другой возможности, кроме войны. Поэтому я считаю 19 августа рубежом войны после которого при любом раскладе Вторая мировая война должна была состояться. И если бы Гитлер не начал ее 1 сентября 1939 года, Сталин должен был бы искать другую возможность, или даже другого исполнителя, который бы толкнул Европу и весь мир в войну. В этом суть моего маленького открытия. 23 августа 1939 года в Кремле был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Это было захватывающее, волнующее событие. Его участники не могли предполагать, что бесстрастная камера запечатлеет больше, чем хотелось организаторам этого дела. А камера запечатлела картину. Молотов и ребентроп подписывают договор, а за их спинами шепчутся два заговорщика Сталин и Шапшников. Им есть о чем шептаться. Советский Союз уже прошел тайный предмобилизационный период и вступил в период тайной мобилизации, которая сама по себе уже является войной. Сталин и Шапошников знают, что создали такую ситуацию, когда, по словам самого Шапошникова, возврата к мирному времени быть не может. В Советском Союзе уже формируются стрелковые дивизии с номерами больше ста. В Советском Союзе уже готовятся десятки тысяч пилотов на самолеты Иванов, разработка самолета завершена и он готов к действительно массовому производству. В Советском Союзе уже формируются десятки новых военных училищ для выпуска офицеров сотнями тысяч. В Советском Союзе уже ведется такое строительство пороховых и снарядных заводов, которое делает войну в ближайшие годы неизбежной. Сталин и Шапошников шепчутся за спиной Риббентропа, они знают, что Советский Союз уже в состоянии войны, хотя пушки еще не стреляют.